Are you ready?
Доброго времени суток, уважаемые зрители. Вы на канале PUBG Mobile Россия. У нас второй день имея лиги. И это потрясающая возможность, которая открывается, конечно, благодаря Никите Чикенфуду, который находится слева от меня в кадре. И, конечно же, Роману Бертхану, который располагается справа. Ну что, друзья, вчера прошел замечательный первый день наших игр. И сегодня мы посмотрим, на что коллективы способны и что они смогли извлечь из вчерашних игр. Ну и, конечно же, мы с вами будем за этим делом отчетливо наблюдать. Да, день закончился очень ярко. Вчера у нас команды отыграли по два матча, и сегодня мы, в принципе, продолжаем. Интрига у нас не раскрыта, очень сильная конкуренция именно на первой-второй строчке. Посмотрим, как ребята будут биться сегодня, чем будут удивлять, как будут справляться с тем давлением, на которое они сами себя возвели. Также очень интересно, что СНГ-коллективы очень и очень хорошо себя ощущают на полях сражений. Вчера был очень интересный состав, это коллектив ВОВ, который сиял и блистал фактически на каждой игре, в которой им довелось поучаствовать, и мы с тобой смогли за этим посмотреть. Команда Na'Vi, которая все-таки смогла забрать для себя топ-1, коллектив 12-18, который также хотелось бы отметить, благодаря Санку, которую они отыграли, и остальные СНГ-составы, у которых, к сожалению, игра немножко не пошла, у Канины Пауэр что-то не задалось, но сегодня мы будем ожидать жаркого камбэка. Да, мы сейчас начнем двигаться, в принципе, по регламенту данного турнира, познакомимся, я уверен, и с результатами, и с форматом мероприятия, и много чего интересного. И вот, пожалуйста. Итак, на наших экранах формат группового этапа. 32 команды, 4 группы, 6 игровых дней и 24 матча. Да, за эти первые 4 дня здесь будет, наверное, самая главная заруба. Команда изучит себя как можно лучше и посмотрим, как будет, в принципе, у нас выглядеть финальное сражение, потому что там призовые просто сумасшедшие. Ну и самое главное, конечно же, изменение — это система начисления очков. Да, все верно, дорогие друзья. 15 к 1 мы играем с этого турнира. Итак, 15 ПТС за первую строчку, 12 ПТС за вторую. Третья строчка, 10 ПТС, четвертая, 8, далее 6, 4, 2 и резко на 1 балл, и это уже восьмая строчка. Представляешь, как дальше командам тяжело набирать поинты? Да, мы буквально вчера с тобой обсуждали тот момент, что эта система начисления должна была дать возможность всем коллективам участвовать в сражениях гораздо чаще. Но сейчас мы видим то, что плейсмент немного повысили, даже они занизили, потому что, как ты правильно сказал, с восьмой позиции 1 ПТС. Это очень и очень плохо. Сейчас все люди постараются брать первые три позиции, и это правильное решение, потому что благодаря этому они смогут подняться на турнирной таблице гораздо-гораздо выше. Да, то есть ребята вроде бы провели изменения в пользу, казалось бы, киллов, но далеко не исключили вероятность того, что ребята все равно борются за выживание и за первые 5 мест. Чем это обосновано, мы узнаем, возможно, позже. Поделиться информацией непосредственно сами организаторы, разработчики, либо мы проведем свое какое-то маленькое расследование. Но, тем не менее, мне интересно, почему все-таки оставляют такой большой приоритет за плейсмент. Слушай, надеюсь, когда-нибудь эта информация будет для нас доступна. Ну, а пока мы можем лишь рассуждать и рассчитывать на то, что когда-нибудь увидим это. А теперь, Роман? Что? Расписание. Расписание у нас также есть для вас сегодня, потому что у нас все матчи состоят из 4 карт. Итак, полетели, друзья. В 18.00 стартует Эрангель, и на нем будут блистать такие коллективы, как такие группы, как А и Б. Да, обратите внимание, это очень важно. Каждый день мы встречаемся со всеми командами, пусть не на протяжении 4 матчей, но главное, это происходит. И тут же нам выводят таблицу вчерашнего дня, где первое место как раз-таки идет у нас за Na'Vi. 28 киллов и 53 ПТС. Превосходно. Ну а далее коллектив, о котором мы уже говорили, это World of Wonders. Вторая строчка, 53 ПТС, 26 киллов, 27 очков за плейсмент и 2 виннер-чикендер. Точнее, один они все-таки заработали. Да, и посмотри, у нас коллектив 12-18 замыкает первую тройку. По-прежнему, не изменяя своим традициям, находится в лидерах. Так же, как и команда Alliance на 4-м месте. Но уже есть значительное отставание, буквально в 2 раза от фаворитов. Ну да, далее фраг машин на 5-й строчке. 26 ПТС ребята также набрали, как и Альянсы. 10 киллов, 16 очков за плейсмент. Великолепная игра. И 6-й коллектив, это тот, который я читал очень и очень сложно, но потом все-таки понял, что это Aztec Warriors, которые сейчас находятся на 6-й позиции. Да, 7-е место, как мы уже говорили, прибавили у нас коллектив Team Umbra.
Сергей, легионер, 23 ПТС, также имеет. Да, по Серегам мы вчера проходились и обсуждали с тобой очень отчетливо. Royal Esports на 8-й позиции. Ну а далее, Class Games Esports. 9-я строчка, 22 ПТС, 9 киллов и 13 очков за плейсмент, что, в принципе, тоже очень даже неплохо. Да, 10-я строчка у нас начинает набирать отрыв, и тут я хочу добавить. Кстати говоря, ты видел, 26 несколько команд, потом 23, 23, 22, 19. То есть отыграли какое-то количество матчей, но за счет того, что есть приоритет у первых трех мест за плейсмент, разница небольшая. По сути, вся таблица, если ребята будут играть плюс-минус так же, будет отличаться на 2-3 ПТС. И вперед будут убегать только те команды, которые берут там чаще всего там топ-1, топ-2. Насколько это будет для нас интересно на длинной дистанции, очень-очень хочется поскорее узнать. Потому что я пока не понимаю, с чем связаны эти изменения и насколько интересно смотреть противостояние 10 команд с разницей в 1 ПТС. Да, ну для нас это значит лишь то, что мы сейчас сможем сохранять интригу до последнего момента наших игр, и это только и только нам на руку. Ну что ж, посмотрим на 17-ю позицию. Это Next Congenials, которые заработали всего лишь 12 поинтов в общем, из них 5 на киллах. Да, ребята, также напоминаем, это СНГ состав вошел в пятерку сильнейших команд из нашего региона, которые смогли пройти на EMEA League. Да. Ну что ж, далее. Yala Esports, 18-я позиция, 9 ПТС, 7 киллов. Команда The Force немного не смогла порадовать свою фан-базу хорошей игрой, но сегодня у нас имеется целый день игровой для того, чтобы дать возможность всем остальным коллективам камбэкнуть. Ну и на 21-й строчке у нас Unicorns of Love. Многие ребята до сих пор не понимают, как они прошли. Ребята, это не СНГ состав. Есть у Unicorns of Love два состава, европейский и СНГ. И вот как раз СНГ пройти не смогли, поэтому это немного не та команда, за которую вы привыкли болеть в чатике на предыдущих этапах. Да, поэтому, ребята, немного не обольщаемся, но в любом случае смотрим за этим коллективом. Далее на 23-й строчке Old Team. Ребята также показали хорошую игру, но немного не дожали. Хотелось бы отметить, наверное, такой момент, что сейчас уровень игры СНГ, да и мира в общем, поднялся на 2-3 ступени вверх, и сейчас очень тяжело показывать хорошие результаты в любом случае, каким бы хорошим коллективом ты не был. Ну и что касается последней, да, финальной восьмерки, здесь, наверное, лучшее, что мы можем добавить, что ни одной команды из СНГ, конечно же, здесь сейчас нету. И это подтверждает уровень нашего региона. По-прежнему он доминирует, особенно в первой восьмерке. Согласен, наши ребята умеют удивлять, и это радует глаз любого болельщика. Ну а пока заключительные коллективы — это Headquarters и Bloodline, которые сейчас находятся на 31-й и 32-й строчке. Соответственно, Headquarters — это единственная команда, которая смогла заработать всего лишь один ПТС за первые два игровых возможных дня. Матча. За первые два матча, да. Совершенно верно. Ну, слушай, два матча, я думаю, что это как бы не показатель. Много кто фейлился. Ты вспомни Cloud9, которые шли с большим отрывом на первой строчке, а потом пару матчей, вот так же, пару матчей не зашло. И ребята пропустили целый уикенд, потеряли огромное количество ПТС и слетели с первой строчки далеко-далеко вниз. Ну, состав клаудов я очень хорошо запомнил, судя по верхней части моего тела. Вот, поэтому сейчас мы будем надеяться на то, что такого больше происходить не будет. Ребята проведут хорошую работу над ошибками, научатся чему-то у состава Cloud9 и все-таки не будут фейлиться так жестко. Да, здесь нужно поймать максимальный фокус. Все-таки мы напоминаем, что только первые три места проходят у нас дальше на мировую лигу, на самый главный турнир этого года, поэтому здесь расслабляться времени нету. Поэтому я думаю, что ребята настроены именно на боевой режим. Ну и, конечно же, сразу же сравнение двух команд фаворитов. Na'Vi против коллектива World of Wonders. Ну и здесь сразу же статистика, Никит. По итогам двух матчей наши ребята из NATO Swincer смогли настрелять 4136 дэмэджа, в среднем 2424 дамага и 28 киллов, что в принципе очень круто. Да, разница у них небольшая, именно по урону. Здесь у нас доминирует коллектив Na'Vi. По киллам тоже, по нокам в частности, но
Но по урону, видишь, ребята поработали очень хорошо. И опять же, не без вчерашнего рекорда. Все-таки 18 киллов зарядить в первый же игровой день, это дорого стоит. Очень сильная заявочка о себе. И будем следить дальше. Хайлайтики нам сразу же здесь подвозят, для того, чтобы мы могли вспомнить, как это все начиналось. И как раз, по-моему, в этом матче ребята и поставили рекорд. Да, друзья, давайте освежим нашу память и посмотрим, как лучшие коллективы по итогам первого игрового дня делали свои достижения. Отлично закрывали 19-й коллектив. Это Роялы от 8-го состава также получали дозу своего спрея в голову и ничего с этим не смогли подделать. Ребята подошли нормально, причем мне вот интересно получить больше информации. У нас будет с тобой несколько выходных дней. Да? Обязательно сядем, как говорится, с блокнотиком, с ручкой, изучим как можно лучше именно иностранный рынок, потому что игроки-то знакомы. Son HP очень круто себя показал на прошлых мероприятиях, Кейс. И вот здесь они именно на EMEA лиге, да, они получили, видимо, подписание, либо какой-то контракт, частная это компания, либо это какая-то организация в Турции. Хочется узнать поподробнее, потому что ребята сделали ренейм буквально за несколько дней, так же, как и Na'Vi, ворвались, сразу же два турнира получили инвайты, провели очень тяжелые, длительные переговоры, и вот они уже, черно-желтые цвета уже сияют на наших экранах. То же самое здесь, коллективом из Турции. После того, как они обогнали коллектив футболистов и многих других конкурентов в своем регионе, видимо, получили свою возможность. Да, также хотелось отметить турецкие коллективы, которые, благодаря которым нам встает максимально понятно, почему у футболистов были проблемы с проходом. Uh-huh. И там действительно высокий уровень игры. Наверное, СНГ-составы не отстают от турецких коллективов. Да, согласен. Ну и здесь вот тоже потрясающе было противостояние. Тот самый финальный Эрангель, Na'Vi, топ-1. Разобрались, так сказать, очень-очень хорошо. Но, опять же, напомним, что вчера команда «Фраг», несмотря на то, что финалочку они уже доигрывали вдвоем, выглядели, наверное, самыми яркими на этом матче. Мне очень запомнился коллектив «Вов», который мы уже обсуждали 2 или 3 раза. Видно, что ребята подготовились на славу и сейчас дают хороший отпор любому коллективу, с которым они встречаются, будь то это ротация, которую они проводят на карте в начальных минутах матча, что это Рангель, Санук, Мирамар или Викинди, неважно, они чувствуют себя комфортно при любых обстоятельствах. Когда они принимают кого-то, например, в кемпах при халде позиции, они также отыгрывают превосходно. И никто с этим ничего поделать не может. Единственные, кто дали им отпор, это Na'Vi. На моей памяти сейчас мы видели этот хайлайт в конце матча 3-3. Это был великолепный файт. Да, и самое главное здесь хочется добавить и нашим зрителям напомнить. Они сейчас постепенно прибавляются, онлайн у нас возрастает. Друзья, всем добро пожаловать. Мы, как всегда, на любимом месте, канале PUBG Mobile Россия. И вчера у нас команды все разделились на группы и... Хоть и играет по 2 матча, но мы успеваем посмотреть за каждым игроком, за каждым коллективом. Что в этом крутого? Распределили равномерно группы А, Б, С, Д. Там по 1, по 2 команды из СНГ. И, что самое крутое, что в каждой из групп наши коллективы забрали по жаркому топ-1. Alliance, 12-18, Санук, Эрангель от Na'Vi. И второй Эрангель, я вот забыл, кто взял топ-1. Но тем не менее, 3 победы именно за СНГ. Отличная игра, ну что ж. И давайте посмотрим за Team Umbra, а точнее за их достижениями. Пока и ProLord настреляли по 622 и 960 дэмэджа соответственно, что является среднехорошим показателем по итогам первого игрового дня. 2,7 киллов также у них имеется. А вот это вот интересно. Мартеза. 983 без фотографий, но тем не менее, насколько яркий был этот представитель на прошлых турнирах. Постоянно, если речь шла, да, про этого игрока, то он тянул за собой всю команду. Сейчас играет в Амбра, и я очень хочу посмотреть, как вместе с PRZ они будут дальше двигаться. Но тем не менее, Серега не отстает, он тоже уже попал вчера в MVP, постоянно его показывают на статистике. Он выделяется. Это, да, не мировой формат, тут чуть-чуть скромнее команды, но самое главное, что ребята сейчас между собой выясняют отношения, так же, как и другие фавориты, которые бьются за статус лучших игроков Европы. Мне кажется, неважно, какого формата и какого уровня идет мероприятие, главное выкладываться на полную катушку, если уже ты принимаешь участие в таком ивенте, ну, будь добр, показывай все, на что ты способен, и Сергей как раз-таки этим и занимается вместе с Мартезой. Ты правильно отметил, что видели мы его уже очень много раз и в MVP, и в различных хайлайтах на турнирах. Он всегда отличается умом и сообразительностью и показывает великолепную игру. Самое главное, что и в принципе удивительно, что команды делают определенные решафлы, то есть Сережа из Москвы у нас перешел в немецкий коллектив, Мартеза получал очень много предложений и от СНГ, и от турецких
российских коллективов, но в итоге тоже, видишь, мы его увидели в коллективе Team Umbra. И другие команды нас не перестают удивлять. Кто знает, какие еще решафлы после данного мероприятия у нас могут состояться. Команды знакомятся, команды присматриваются. У нас Роман Аутро тоже отыгрывал Европейскую лигу за коллектив ГАН. Это, опять же, очередные такие интересные моменты. А сейчас давайте посмотрим интересное интервью. My first thought was it will be easy, but when I saw the teams and their performance, I thought we should play work on ourselves, on our teams. Hamas. Men takımları. Competition. Ganar. Action. Yari kredin dozinoy haure. Haudadan başlayacağım peşkeşka. Это круто. What team do you consider to be the favorite to win EMEA League? Yalla Esports. بص هو ممكن تيمات مصريه عشان بصراحه الريجن المصري كان حلو وجميل بصراحه تقيل فتيمي ان شاء الله. Team 1 team 1218 Konana Power the new unicorns of love team X Edura Killers. I think they have a really good chance. Frag Machines. I would say one team from CIS, but which one I don't know. Tabii ki de FSB Vikings. Yalla Esports. KP, Dream Eater, nosotros. Badania team of home. Footballist Bubble Lemon Brushing Kima. Kanina Power. What team are you most looking forward to face off against? Kanina Power. GSG. Team Alliance. We like to face most, and also like Konina Power. Royal Esports. Yalla Esports. Konina Power. Alliance. Los más fáciles. Hit group. Zorbay Rusya kan hazmiye baram baram mo. 12-18. Так вот, наши ребята неоднократно нас удивляют. Ну, Акзер вообще, как всегда, на позитивчике знает, что сказать коротко, емко. Но главное, чтобы все вы поняли, о чем шла речь. Это круто. Это круто. Крылатая фраза, наверное, которая зацепится за этим представителем как и никогда. Ну что ж, я думаю, что все прекрасно поняли, о чем идет речь в этом интервью. И сделают определенные выводы перед началом матчей. Да, неоднократно упоминали именно наши команды, и самое главное, даже регион в целом оценили очень хорошо. И, друзья, я считаю, что это максимально заслуженно. Ваша поддержка, ваш сумасшедший онлайн, лайкосики, подписочки, динамика развития канала — это потрясающая возможность, которая мотивирует и тянет за собой весь регион. Спонсоры приходят, всякие интересные форматы, турниры, коллаборации. Все это делается благодаря вам. Без зрителя не существует спорта, потому что какое шоу может быть без зрителя? Конечно, ну и стараемся мы, конечно же, только для вас, для того, чтобы вы интересно проводили свои вечера и вам было чем заняться, с учетом того, конечно же, что вы разобрались со всеми домашними делами, сделали домашнее задание и, в общем-то, продолжайте следить за мобильным геймингом. Да, кто-то даже зачет сегодня за одну минуту сдать успел. Ну, это превосходно. Я не знаю, как это получилось, но, уважаемый мой факультет, спасибо вам огромное за то, что вы так хорошо относитесь к своим ученикам. И это классно, когда имеется возможность и участвовать. Я хотел поговорить о плюсах мобильного гейминга. Как раз-таки, вот, пожалуйста, прямой пример. Мы занимаемся киберспортом, мы играем и развиваемся, но, однако, мы не забываем про учебу и стараемся везде успевать, поэтому, пожалуйста, друзья, так можно делать, и не забивайте на свои предметы, которые понадобятся вам в жизни в дальнейшем. Да, мы, кстати, неоднократно с тобой обсуждали, как можно сегодня, в принципе, прогуливать учебу, если у тебя мобильный девайс. Но, тем не менее, друзья, призываем вас к ответственности, играем в меру, различаем разницу между стараниями, называемыми вами тренировками, да, и просто лишним временем провождением в игре. Поэтому все нужно делать с дисциплиной. Именно она является секретом успеха и отличает одних спортсменов от просто любителей поиграть в катки. Да, к сожалению, у некоторых ребят при первых же достижениях немного сбивается темп развития. Ребята думают, что вот да, все хорошо, вот сейчас я уже в киберспорте, у меня все нормально. Это значит, что мне не нужно уже тренироваться, и я жду хорошего предложения для того, чтобы продолжить играть.
Так нет, ребята, так это не работает. Здесь нужно по-другому. Пахать, 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 пахать. И только потом, при наличии хороших результатов и того момента, что звезды над вашей головой сложатся максимально удачно, вы сможете получить это предложение. Но сначала зачетка работает на... Сначала вы работаете на зачетку, а потом зачетка работает на вас. Все устроено именно так. Ну да, если твоя фамилия не Кадыров. Потому что у него... Нет, по-моему, высшего образования не было. И он после седьмого или какого-то класса как раз-таки решил заниматься тем делом, которое он сегодня очень успешно продвигает. Поэтому, друзья, нужно знать четко свои цели и не равняться ни на Стив Джобса, ни на других известных личностей, которые решили, что учеба — это не главная цель высшей жизни. Слушай, хороший у тебя пример, и на самом деле очень удачной позиции человека ты выбрал. И действительно, да, таких хороших и умственно грамотных людей единицы. Поэтому, друзья, как правильно сказал Роман, они есть, но не стоит... наверное, пытаться сделать так же, как они, потому что они поставили все на кон и получили то, что хотели. Ну что, друзья, за прекрасные регионы нашей страны, погнали на первый матч! Отлично, господа, итак, мы с вами начинаем. Это первый рангель, пристегните ремни и полетели. Итак, самолеты рядышком. Ага, ты посмотри-ка, разлет у нас очень интересный, прямо посередине карты с района шутинг-рейнджа сейчас будет с нами начинаться игра. Видим, как альянсы уже направляются в свой дефолтный спот. Это, конечно же, северные. Но вот Нави будут проводить очень неудачную для них и неудобную ротацию в верхний Джожиполь. Да, разлеточка у нас максимально интересная. Сосновочка, новая конкуренция, новые перспективки и закрытие мостов. Это то, что нас, возможно, ждет именно сегодня. Альянсы, как всегда, у себя на северном. А вот остальные команды все еще летят дальше. И давайте с ними потихонечку знакомиться, пока чатик у нас переваривает свою информацию, которую услышал несколько минут назад. Да, я думаю, у них все будет нормально. На Сосновке Military Base также будут проводиться очень жаркие бои, за которыми мы с вами сможем наблюдать. Вчерашние ребята классы. Соулос и весь его коллектив направляется в сторону починок. По-моему, с Иолами у них будут первые перестрелки. И 69-й сквад также не отстает, отправляется в сторону руин. Да. Ну смотри, Ройлы уже у нас разместились вместе с МФами. И вот тебе, пожалуйста, зона. Сколько коллективов будут ждать у нас в районе фермы Мельты и плюс две команды по ту сторону моста. Ну что ж, друзья, остается нас дождаться. Нави у нас также улетели к себе на верхний Георгополь, скорее всего. Может быть, и не только верхний заберут. Ну, а пока что чатик у нас переваривает и как-то очень, очень интересно реагирует на лишь простую биографию известной личности. Ну, а мы продолжаем смотреть матч. Да, все известные, всем известные факты, которые находятся в Википедии, были просто озвучены, но я думаю, все будет хорошо. Далее, на Новорепке находится команда МФ, которым никто сейчас не помешает собирать свой лут. Состав Ройлов начинает с основки Military Base. Мы видели, как один игрок из этого коллектива ушел на РЛС. Это значит, что ребята будут контролировать переезды соседних игроков и не дадут возможности забрать этот кемп под себя. Ну и сразу же нам на один из самых скандальных, ну я имею в виду в хорошем смысле, самых интригующих коллективов показывают камерами. И у них есть соперник на Ясной Поляне. И может быть даже... Нет, пока что только одна команда. Ну давайте сразу же смотреть. Тут твои ацтеки те самые, да? Как ты их называешь? Да, ребята, ацтеки, Кивити, Гроза, Неверлон и Ласт. Уже таймится хаешка в сторону кейса, но он спокойненько уходит. Из-под нее имеется UMP, Берил, конечно же, Берста в руках. Но, к сожалению, не сможет сейчас он ею воспользоваться. Нужно продолжать лутаться и собирать для себя девайсы, которые смогут сохранить его тело в целости и сохранности. И продырявить его никто здесь не сможет. Но второй шлем, как минимум, у него имеется. Начинается перестрелка, Кивити против кейса. Батит кейс, но сразу же выходит на двоих. И с двух сторон ребята его будут быстренько закрывать. Минус. Очень важный представитель данного коллектива. Ну что ж, как они будут сейчас биться втроем? Смогут или нет? Слушай, посмотрим. Я думаю, что у этих ребят имеются большие шансы на победу. На победу в нашей сегодняшней встрече. Уже видим, как Сон HP занимает хайграунд. И сейчас будет смотреть за перебежками Ласта и Кивити. Но не собираются пока в прямой файт ребята входить. Очень опасно делать это на первых 5-10 минутах, и ребята прекрасно это понимают.
Да, ну а мы продолжаем наблюдать развитие событий. Ласт у нас оттягивается. Кивити у нас, в принципе, чувствует себя чуть побезопаснее, когда чувствует плечо товарища. Ну и также есть возможность подсказать нашему чатику, чтобы они вели себя максимально корректно по отношению ошибок, которые связаны с Ликвидпедией. Потому что, друзья, то, что происходит, это лишь формальности. Не нужно никаких спойлеров, не нужно ничего лишнего, не нужно вводить... Самое главное, в заблуждение аудитории максимально фокусируемся, погружаемся и смотрим за этими прекрасными сражениями. Не ведите себя как маленькие мальчики начальной школы, а будьте мужчинами и смотрите до конца, не мешайте другим зрителям. Согласен. Ну что ж, ошибки бывают у всех, и это касается не только людей. А пока мы с вами посмотрим за ротацией 12-го коллектива. Это, опять же, Вофа, Зесси и Enjoy появились у нас на экранах. К сожалению, ребята потеряли Кейза. Ну, естественно, к сожалению, этого коллектива. Сейчас ребятам придется играть втроем и немного пересмотреть свою тактику на первый игровой матч. Галактику, тактику. Сейчас можем его увидеть, а не пересматривать. Ну и смотри, у нас табличка Station у нас появилась. Ну что ж, что ребята тут смогут залутать? Какие у них, в принципе, шансы сейчас втроем дать достойный отпор? И какие ошибки может совершить команда, которая имеет сейчас численное преимущество? Пока что мы не узнаем, нам показывают снова новорепное. Ясная поляна — это один из самых жирных спотов для лутания. И на примере дримов мы видели это неоднократно. Возможно, ребята что-то знают за этот кемп, если выбрали именно его для дефолтного начала всех своих игр. Жаль, сейчас их тут нет для того, чтобы помериться, кто у нас король Ясной Поляны. Ну, а тем не менее, нам снова показывают Na'Vi. Вторая команда-фаворит, которая стартует с первой строчки. Na'Vi Old Boy появляется у нас на наших экранах. Кстати говоря, мы сегодня заметили, что Тигзи все-таки приобрел футболку Natus Vincer. Но вот сейчас я смотрю, и она опять исчезла. А вот Меку вместе с Матиком пока что еще, как говорится, не отрендерили свои фотографии в фотошопе. Ну что ж, ждем. Зато вот логотипчики Na'Vi у них уже в левом углу имеются. Ну, это максимально хорошая новость для всех. Итак, пересечение моста проводится командой Royal Easy и Hixwai, по-моему, сейчас на наших экранах появляются. Немного забыл своего союзного героя, ничего страшного, а вот тут уже Warhunt приходит. Вот это вот интересно, будут ли у нас ребята сражаться с командой NTR? Здесь есть возможность закуситься на ранних таймингах, но Venom сильно отстает, и, возможно, именно вот этого небольшого плеча товарища может сейчас не хватить. Но ты посмотри, Фархан просто у нас отходит, не поверил в свои силы, берет товарищескую дачу, меняет раскрасочку и говорят по коням. Да, просто спокойненько в опенфилде себя ощущает сейчас игрок, но союзный герой не заставил долго ожидать, сразу же по коням и направляется в сторону починок. Возможно, именно там они и будут проводить свою следующую перестрелку. Ну а пока давайте посмотрим. Смотрим за иолами, которые также находятся на стадии передвижения по карте. Ну что ж, вчера они бились, цеплялись, я так тебе скажу, даже в паре моментов составили жесткую конкуренцию, в том числе и Canini Power. Помешали, так скажем. Не прямо они, ну, не перестреливали жестко, но в паре моментов там, помешали двигаться максимально в привычном темпе для Canini Power. Слушай, ну вчера и Canini Power внесли свои изменения в игровые моменты. Как раз-таки на этой позиции мы видели прострел микрокемпов, которые находятся немного подальше, и в файте они зарешали очень большую роль, но, к сожалению, потом их закрыли с двух разных сторон, но и Canini Power потерпела поражение. Через милю также у нас проскакивается новорепный коллектив МФ. Их пропустили. Никто их вообще не встретил. Видимо, все команды отправились в центр следующего круга. По крайней мере, на его поиски в надежде, что они угадают с проком. Слушай, а ты заметил, что мы все чаще замечаем, что файтов за зоной меньше становится? Вот. И это очень круто, потому что ребята наконец-то выверили свои тайминги и дают нам возможность смотреть за перестрелками именно в зоне. Это круто. Саулис, класс у нас на экранах. Тоже ребята начинают на длинной дистанции сопровождать. Долутал патроны, причем только сейчас. И увидел, что соперник ему уже не угрожает, и можно спокойненько продолжать. Только он тоже проезжает дальше. Никаких закрытий мостов, никаких препятствий, даже несмотря на то, что команда уже была в такой сильной близости. Все на лайте вообще у ребят сейчас проходит, а вот Нана и Покус появляются у нас на экранах, и Шерифа, возможно, не будут выпускать из этой сложной позиции. Начинается зажим с версты, Нана не зажима, топает по Шерифу, но, к сожалению, не попадает даже по колесам. Ну что ж, ничего страшного, все-таки окулисты сейчас творят неимоверные вещи с людьми.
Да, ребята здесь вовремя ротировались, хотя если бы отработали бы вдвоем, просто по фокусу, по ассисту дали бы инфу и зажали бы в несколько стволов, я думаю, что не доехал бы данный представитель до своего кимпа к товарищам, но нам сразу же показывают коллектив 12-18, и сейчас первый ранг для них, в принципе, может достаточно интересно развернуться, учитывая, что Ройлы уже держат их на прицеле, но только ты сказал, нету файтов за зоны, и получите, распишитесь. Да, вот она, здравствуйте, видим небольшую ротацию в стаке 12-18, опять появляется всеми любимый псих на экранах, и, возможно, он сегодня выдаст что-то очень интересное, потому что игрок очень даже достойный, но на одном из мероприятий мы его как-то пропустили. Ты посмотри, Нави сейчас будут ротироваться за зоной, возможно, возьмут немного выше, в район шотинг-рейнджа и северного. Это будет самое лучшее решение. Да, да, да. Насколько удачное, мы узнаем чуть позже. Пока что ребята лишь начали совершать свою ротацию, а вот то, что с северного на Сталбер, на самый высокий, да, хайграунд этого круга может отправиться у нас фулл стак альянсов, это меня немножечко удивляет. Давно такого не было. Ну, альянсы сейчас шикуют. Они постоянно находятся в северном, и сейчас зона падает на верхнюю часть Рангеля. Я думаю, они максимально довольны такому расположению сил на мапе. Ну и, конечно же, пожелаем удачи нашим СНГ-коллективам. А пока комментаторы Максман и Империум продолжат вести для вас СНГ-трансляцию. Да. Не, кстати, это очень правильное решение. Они знают, что сверху них, в принципе, никого быть не может. Заняли верхнюю точку и, приговаривая, высоко сижу, далеко гляжу, сейчас собирают фул информацию, особенно если у них со скопами все хорошо. Ну что ж, поглядим совсем скоро. У Венома, по-моему, большинство хитпоинтов отлетело, и сейчас нужно спокойненько долутаться. Медикаментов очень мало, две маленькие аптечки и 10 бинтов всего лишь забрал, зато 5 бустов и одно болеутоляющее имеется в кармане, а это значит, что, ну, по крайней мере, до следующей зоны он доживет. Слушай, как-то странно, они катаются туда-сюда, туда-сюда, вот, никак не торопится. Да, 10 бинтов — это хорошо, аптечек не так много, бустики имеются, но если они так будут очень долго двигаться, то они найдут свои приключения, сразу же зажим, минус 2, это мати! Отличная игра от команды Na'Vi в самом начале, Ройлы пострадали, Кинг, возможно, также будет улетать из этой позиции, но матик его не отпустит, и начинается зажим ДП-28, но, к сожалению, пока не промахивается, точнее, матик отпускает игрока! Ой-ой-ой, хет-трик сейчас был бы очень кстати, но немного позже мы, возможно, это увидим, но вот тебе и пожалуйста. Да, финал яркое начало. Финал турнира за золотой мяч, к сожалению, обошел матика стороной, но такое иногда случается. Однако, два ПТСа для СНГ-коллектива первые есть, и это, по-моему, был first blood на нашей карте. Отличный результат, 160 метров до безопасной зоны. Да, зато комментирование кожаного мяча, в принципе, еще останется возможным. Но пока что, друзья, мы смотрим, как будут развиваться события дальше. Ну что ж, друзья, давайте поболеем за свои любимые коллективы и еще раз выдадим им респект за принятие оппонентов. А пока GSG, состав на прицеле, у Вов Зесси появляется и начинается зажим с ДПшки. Шестой скрученный у него прицел, но, к сожалению, попаданий пока не имеется. Тем не менее, посмотри, ребята-то втроем, но насколько дерзко и уверенно они себя чувствуют. И в том числе очень удивляет, что оппонент, который оставил их в меньшинстве, просто их отпустил. Непонятно, почему испугались, они... Испугались, думаешь? Слушай, я не думаю, что испугались, не хотят рисковать лишний раз и просто провели дальнейшую ротацию, в которой... Они размышляют так, ПТСки мы еще заберем, а вот очки за плейсмент мы можем в таком случае потерять. И вот, ну, сейчас они не рискуют так делать. Посмотрим, мы пока что селим одиночными выстрелами, провожая 12-18, просто дает им направление, куда лучше двигаться, потому что на попадание это не похоже. Докатались у нас ребятки. Ну что ж, сделают определенные выводы и больше так не будут играть. Класс селим все еще со Скорелькой и Бурстой в руках играет. Нашел для себя третий шлем, что очень даже неплохо. Итак, на стадионе находится команда Вов, это SonHP, Enjoy7 и Zessi. Я думаю, они будут дожидаться шифта следующей зоны, и в случае того, что мы не увидим шифт на Ясную Поляну, они будут ротироваться, но нет, пожалуйста. Да, Ясная Поляна по-прежнему у нас все еще в зоне. Снизу ситуация очень свободная, такая вальяжная для гацентов. МФ вообще никак их не блокируют, так же, как и коллектив Нерс. Но что тут скажешь? Ну, вот так вот у нас разворачивается. Значит, мы будем ожидать следующую зону, потому что она, наверное, самая интересная. Посмотри, у нас на рожок сейчас коллектив Класс и 12-18 вместе с SWAT.
69 могут сейчас закуситься. И, скорее всего, только одна команда из трех может проехать дальше. Но тут же зажим. У нас Сандра отрабатывает по гадцентам. Трэвис попытался сейчас навести шуму в команде Иолов, но ничего не получается. Тут гадценты сразу же вдвоем вылетают на позицию своего нокнутого оппонента. Покус попытается провести помощь. И далее команда под номером 5 вылетает на 11-й коллектив. Ты посмотри на мини-карту. Сейчас у ребят будут большие проблемы. Али все-таки не останавливаться на этой позиции. Прокидывает хаешки и дымы на перебежку. Хаешки и дымы на перебежку. Вот это зачитал. Вот это красавчик. Ну а пока что смотрим. Посмотри, у нас тучи сгущается. Центр зоны у нас набирает обороты. Ребята начинают уже биться за единственные кемпы в надежде, что именно туда у нас будет прокаться следующая зона. Ну а пока что смотрим, как у нас будет здесь сопротивляться гадценты. Небольшая ЛГшечка сохраняет им сейчас жизнь и начинает, ребята, уже выцеливать соперника команды Unicorns of Love. Да, максимально неожиданный файт, наверное, для всех зрителей. Хорошая позиция у пятого коллектива сейчас в лоу-граунде имеется. И тут же начинается перестрелка Трева. Закрывает Улиса. Сопервенок имеется. Возможно, будут рашить позицию своих оппонентов. Фокус максимально быстро готовится к этому моменту, но ДПшка в руках, и это значит, что на средней дистанции они готовы отрабатывать. Ну что ж, Тривис у нас отрабатывает куда-то в никуда, так постреливает, пытается напугать соперника, ввести его в заблуждение. В этот момент ребята как раз-таки сближаются. То есть один со стороны прикрывает, в то время заставляет соперника спрятаться, чтобы не увидеть, как тиммейты подтягиваются для того, чтобы сделать жесткий пуш, ну и со второй стороны заходит уже коллектив 8R. В окружении находятся гадценты и команда Иола. Восьмые пока не включаются в эти проблемы. Лиса ставит хаешку в Тревиса и обмен взаимный. О, все-таки только имеется. Потрясающий отыгрыш. Потрясающая прокинутая, очень грамотная, выверенная хаешечка. Превосходно, друзья. Ну что ж, мы с вами посмотрим в нижнюю правую часть карты. Сандра дает два нока. Улиса добивает все-таки гадцентов. И Сандра будет выходить на два представителя команды под номером 14. Первый нок имеется. И все-таки в хлоусфайте не перестреливает еще одного. Далее Бокус залетает на эту же позицию. И не вывозит это 2-14. Команда сзади работает по Бокусу. Луком будет. Остается ДПшка 40. Перезарядка не помогла. Потрясающе. Вот так же все-таки нащупал он эту дистанцию. Игрок, который спрятался за углом, все-таки поймал свой последний патрон. И здесь идет уже огромное количество ноков. Сразу идет раскил. Неужели не прокинет хаешку? Максимально вовремя нужно добивать всех нокнутых прямо сейчас. Гаценты просто крушат. Это очень круто. Это очень круто. Я не знаю, как это получилось. Unicorns of Love отлетает нас на 16-ю строчку. Я просто в шоке. Марлей сейчас сотворил историю, наверное, для себя и своей команды. Это будет хайлайт этого матча 100%. А восьмые возвращаются на свой лоу-граунд и не вмешиваются в эту перестрелку. Тем временем Нави на прицеле у класса. Солос прекрасно понимает, где находится коллектив. И Матик проводит опасную ротацию за пределами безопасной зоны. Далее Солос попытается высадить олдбой, но пока ничего не получается. Половина хитпоинтов у него все-таки имеется. 20 патронов с Карелли не помогают ему это сделать. И ни разу не попадает! Слушай, опасно. Главное, что очень большой урон нас впитал транспорт. И здесь сразу же от третьего коллектива у нас достается. Матик идет на прикрытие. Очень сильно пострадал. Нужно, конечно же, лечь. Альянс уже начинает, в принципе, поджимать. Душит. Хорошо, что вот эти бочки не взрываются. И Матик молит, что это сейчас не... как... канистра. А ты посмотри, сколько на Матика сейчас представителей команды Альянса вылетает. И начинается перестрелка 4 на 4. У Навик половина хитпоинтов. Матика все-таки много отправляет. Дискрим выходит по правую сторону и начинает просел помеху. Все-таки не имеется патронов, пока на перебежку Тикси закидывает хай. Ешку и Тикси на прицеле у Дискрима. Ну, здесь есть о чем поговорить. К сожалению, растерялись у нас бойцы Нави сейчас. Только лишь Тикси у нас оказался на правильной дистанции. Остальных ребят просто растянули. Сверкали сейчас огоньки в глазах Дискрима от Тикси. Ну, и здесь с двух сторон сейчас завершает. Здесь Альянсы сделали максимально хорошо. Воспользовались первым ноком олдбоя. И максимально быстро запушили. Отправили на 14-ю строчку данный коллектив. На 14-й позиции, друзья, отправляется команда NATO Свинсеры. А далее Альянсы не собираются на этом останавливаться и сейчас будут забирать себе еще пару ПТС. А это была такая принципиальная война, помнишь, после этих праков, где такие кулачки друг друга отбивали тут ребята в предыдущих матчах, и сейчас закрыть фул состав Нави для них просто, ну, самое, наверное, крутое удовольствие. Им сейчас не так нужен был топ-1, как просто сказать Нави, иди сюда. Ну и, в общем-то, ребята пришли, ничего страшного, будет еще 3 матча, и болельщики этого коллектива, я думаю, еще увидят хорошую игру, а пока на наш экранах молодой болгарский перчик бандита появляется, но совсем ненадолго, и далее у Мефа будут небольшие проблемы с составом GCG. Андалита сейчас проводит ротацию, а тем временем Солос в ноке. Да, вон, отличная работа. Смотрим за МФом, которые наконец-то решили постреляться. Вспомнили, что за киллы здесь очень хорошо прибавляют таблицы очков, если ты не дотягиваешь хотя бы до 8-й строчки, поэтому самое время ускорить, потому что у нас еще 13 команд отыгрывают, и ХДК, к сожалению, вот раз высаживают на ходу, ну и закон вори также у нас вылетает, судя по всему, из транспорта. За ним же два представителя СНГ коллективов выпадают с машины, это максимально странно, но ничего страшного. Андалит залутал для себя АВМ, фулл Т3 брони, сейчас на дальней дистанции будет отрабатывать по девятому коллективу, который находится правее. Давайте
Давайте пожелаем ему удачи в этом моменте. Баят проводит ротацию в левую часть карты, а пока Водка и АМР Сокер халдятся на позиции и не собираются пускать никого в зону. Хидейка все-таки добивают. Слушай, а центр вообще у нас свободен за счет вот этого фулл опена. Ребята туда не рискуют двигаться. Берегут те кемпы и возвышенности, которые имеются, в частности, как это делает коллектив как раз-таки GSG. Ну что ж, и вот исполнение от Андалита по поводу хорошего владения АВМом. Сейчас мы с вами увидим по 69-му скваду. Как только пикнет головой, я думаю, будет ног. Но нет, Андалита пропустил тайминг. И тем временем Али немного правее работает с ДП-28 и лишает транспорта своих игроков. 69-й сквад находится в окружении 12-18 и GSG состава немного правее, который находится в лоу-граунде. А вот 8-й сейчас готовится к переезду. Бедный 69-й. Они с трех сторон простреливаются. Эти кемпы в принципе плохо держат удар. А когда тебя с трех сторон сейчас будут выцеливать, шансов выехать практически нет. Только если надеяться, что ребята будут беречь тайминги, и кто-то первый сдаст позиционочку и поедет куда-нибудь далеко в центр, как, например, GSG. Посмотри, зона сейчас от них уйдет. Насколько будет сильный шифт? А вот тебе, пожалуйста, 12-18 готовится встречать своих оппонентов. Хардовочка подлетела для всех зрителей и участников этого матча. Снайперам нужно преодолеть буквально 50 метров для того, чтобы зайти в зону. А вот у Сайлоса в верхней части карты из команды Класс будут небольшие проблемы, потому что в окружении будет именно он между составом UTV и командой Снайпер. Ну что ж, Alliance у нас справились отлично с командой Na'Vi. Дальше у них как раз-таки на пути будет коллектив WoW. И ребята, возможно, с ними сейчас будут перестреливаться. Но тем не менее, ты посмотри, Эйтайр у нас сразу же взяли за GG на ротации. Зора у нас отлетает в ног. Один килл у данной команды имеется. И есть возможность еще наверстать. 42 человека все еще играют у нас в матче. И вот где, пожалуйста, Саймон у нас отлетает. А вот Фарханка добирается и дает ответочку. Отличная игра. Дымы раскидываются командой Элита. Ребята готовятся провести ротацию в безопасную зону. И уже берет транспорт команда на СР. Нектор прыгает последнюю очередь. И далее по кингу работает бандита. Команда 12-18 наконец-то появилась в килл-чате. Ног у 17-й команды. Но это может сейчас играть решающую роль в этой перестрелке между коллективами. Нужно зажимать сейчас по этой даче и взрывать ее моментально. Три представителя в одном транспорте. Это то, что нельзя упускать коллективу Alliance. Ну и посмотри, пятая команда ATR пропускает такую же возможность, находясь в лоу-граунде, закрыть своих оппонентов из Elite. Какая же наглая ротация от команды GCG. Назар Мухмо. Тем временем ног падает от Jay-Z. Never Alone взрывает Веном, и остальную команду Royal King закидывают хорошую хаешку. Спорт отправляется на 13-ю строчку. Команда под номером 5 закидывается большим количеством хаешек. Всего лишь один человек. Фарханг на прицеле имеется и на ногах МФ. Скорее всего, будут дожимать своих оппонентов. Фарханг с Берилом будет работать по ребятам. Минус Али. Джокер. Потрясающая работа с хаешки. Снайпер у нас добирается сразу же до двух команд, и одни из них отстают у нас как раз KDCG вместе с коллективом NASA. Печальная история. 8 RS Sports. Также туда же полетели, и тем временем 12-18 расправляются 69-ми. Демар в ноги. У Кинга фактически не хватает хитпоинтов, и РТ на прицеле у бандита появляется. Стомсон работает в последних зонах, и, по-моему, 12-18 только что отлетели на 10-й позиции. А вот ты посмотри, что творят у нас WoW, коллектив Enjoy. Снова у нас скилл листе набирают у нас обороты. Так, Zat или Z-Z-Ad. Как-то так у нас читается этот молодой человек. Тоже забирает себе плюс один поинт. Снайперы, минус Амар. И сразу 69-й теряет еще и второго представителя. Но здесь уже бандита отрабатывает. Отлично, Салек заходит на лоу-граунд своих оппонентов. Феникс прекрасно понимает, где находится команда Элиты. Будет прокидывать хаешку именно туда. Тулику все-таки закрывают. И это килл-чат, к сожалению, опаздывает. Алло, да, Сэш, да, также да. 12-18 мы уже потеряли, ребята. Такой килл-чат, который дает нам, в принципе, понять все, что произошло. Также я видел, но не смог вклиниться касательно ситуации Alliance. Об этом мы поговорим, наверное, между матчами. Сейчас ждем следующего прокозоны. Рудер бьется, сопротивляется. Как раз он единственный, кто остался подстраховать, в то время как капитан команды Sunrise. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, договариваю. Сплетанулся, но заехал на фул состав АТВ, и поэтому их также сейчас потеряли. И команда, смотри, DCG тоже у нас уходит на 8-ю строчку. Да, к сожалению, альянсов мы также потеряли. Ну что ж, с двух лоу-граундов работают два коллектива. Это 69-я команда Элита. Салэк только что получил по голове. Кинг пытается добить свой килл, но ничего не получается. На первотка сзади по нему работает команда под номером 20. Все еще в количестве четырех игроков у нас участвует, и Кинга будут добивать. Джокер готовится к ротации. Снайпер, 7 киллов сделал этот коллектив. И посмотри, какая хорошая у них сейчас позиционочка. Есть возможность наверстать. Занять хотя бы топ-5 с таким количеством киллов. Ребята очень сильно прибавят в общей таблице. Но пока что
те же самые МФы все еще втроем начинают душить. ОТВ по другую сторону зоны чувствует себя уверенно, но вот коллектив Снайпер, по-моему, единственный, кто играет... А нет, не единственный. ОТВ и Снайпер. Два коллектива, которые имеют полный состав. Да, Ацтеки и Снайперы у нас готовы фул коллективом врываться в эти перестрелки. Опасная ротация от Сокра, которая сейчас дает возможность всему ему коллективу занять эту позицию за забитым БТРом. Феникс, Дейс и Джокер. Фул также составом будут готовиться к этому зажиму. Амксокра все-таки много отправляет. Это Киев. Это что? Это что? Я думал, ты что-то не договорил, но тем не менее. Потрясающая сейчас была ротация. Скорость быстренько. Ребята прокидывают хаешки вокруг. И смог рядом с БТРом сразу же обезопасили себя, спрятали дачу. И имеют возможность дальше файтиться. Прицельный огонь вести. А вот снайперы начинают уже страдать. Неплохо, ребята. Кивити на рандомном простреле пытается забрать 20-ю команду к себе в копилку. Но снайперы не так-то просты и хорошо мансят в дымах. Ты посмотри, какое количество они сейчас закинули. А вот... РТ 69-го состава остается на перехиле. Единственное, что ребят сейчас поднапрягли, они потеряли тайминги из-за первого такого неудачного нока и могли бы уже добить команду, которая справа от них находится, и Лайта, и как раз-таки они там в дуо, ничем им не опасны. Можно было расправиться и также ротироваться в эту ЛГшечку для того, чтобы еще больше собирать информации. В то время ты видел, как 69-й находится на перехиле за зоной. Отличная игра, ребятки. И далее 20-я команда — это снайперы. Прокидывают каешку, они прекрасно понимают, где находится элита. Снайпер водка в ноги от Грозы. Состава ОТВ. Грозу все-таки находит. Это ВОВ коллектив. Они все еще живут, ребята. Заработали уже 5 ПТС. Отличный результат. 6-я зона фактически закончила свое существование. И давайте понаблюдаем, куда же втанет 7-я. Хилится, не торопится. Здесь ребята также занимают небольшую ЛГшечку, собирают информацию, будут прикрывать своих тиммейтов. А в это время коллектив ВОВ уже набрал 5 киллов, но по-прежнему находятся не втроем. Как им это удается? Почему команда их так игнорирует? Пока что остается для меня загадкой. Так же, в принципе, как и выживают у нас дуо, 15-я команда. Ну что ж, Зэси все-таки нашли сейчас на мапе. 25-я минута на карте у нас подходит к своему завершению. Ой-ой-ой, сейчас будет главный прок. Мне всегда интересно эти скины. И есть прок, есть небольшой шифт зоны. И давай смотреть, как будут выходить у нас как раз-таки 20-я, 15-я, 17-я и 12-я команда на мини-карте. Enjoy чекает позицию оппонентов, которые находятся немного левее его, но пока что прострелов не дает и не палит свое местоположение за взорванным УАЗиком, прокидывает дымы для того, чтобы поменять свою позицию. Неверлона тем временем закрывается он HP, и опять же он в хилл-чате появляется сегодня максимально часто. Ребята уже второй день начинают показывать, что они явно намерены бороться именно за первую строчку. Шериф минус 69-е. Вот это печально, ребятки. Ну ничего страшного, Сон HP все-таки получает по голове от Ваденаза. МФ ответочку ловит от Зэси. Возможно, сейчас будет очень жаркий замес. Феникс проводит ротацию в ближайшие дымы. Команда элитов пока бездействует. Снайперы также не проводят ротацию. 36 метров до безопасной позиции остается. Амок Сокер также работает по Салеху. Салех в ответочку работает по снайперам. Не попадает, не понимает, как сейчас отстреляться. Ну, конечно, у тебя такая ЛГшечка, мало того, что там находится стоги сена. За смоками часть каких-то объектов ребята сейчас не наблюдают. Ну что ж, ВОВ. Потрясающая ротация, но Зэси неудачно заезжает. И снова шериф из снайперов добирается до него, несмотря на то, что еще одного представителя команды МФ у нас отправили в лобби. И Зэси у нас также добивают. Такое иногда случается. Ребята, элитры отправляются на 5-ю позицию. Хорошо, снайпера приняли сейчас эту перезелку. Зэси уже, к сожалению, не поднимет. NJ7, которому очень опасно проводить любую ротацию из-за этого стога сена. А вот ОТВ находятся в замечательной позиции. Далее мы Сокров все-таки много отправляют. И Зэси добивается Джокера. Да-да-да, именно это у нас сейчас докручивает килл-чат. Мы это уже, в принципе, понимали. Отличная работа от Джокера. Феникс у нас находится недалеко, чуть прикрывает смене. А вот Enjoy нужно сейчас ребятам будет не проморгать. Один из самых опасных сейчас в этой ситуации, учитывая, что его пропустили вперед. Ну, а возможно, кстати говоря, ОТВ смогут втроем, вчетвером отработать по нему, потому что держится хорошим сплитом. Но единственное, что как раз KTV у нас находится как-то странно. Он оттягивается назад, а я бы на его месте, наоборот, хвостом Скорпиона закручивал бы в правую сторону и напрягал соперника на себя. Да, по факту это легчайший топ для Ацтеков. Сейчас у них великолепная позиция, вот. Но, к сожалению, Кивиди получает нок. И сейчас не нужно вести перестрелку со всеми коллективами, которые остаются на карте. Ребята, просто захалдитесь в зоне и дождитесь выгодной позиции и выгодного момента для того, чтобы прокинуть хаешки и просто забрать для себя первую строчку.
Команда находилась единственная вчетвером и так, ну, не совсем удачно использует свое преимущество. Enjoy спрятался, будет сейвиться до последнего, до зоны ему нужно будет в любом случае проползти. Ну и сейчас самое главное, наверное, увидеть Джокера. Видит движение, понимает, да, встал у нас Феникс, неужели не будет отрабатывать? Боится рассекретить свою позицию, но тут он встает для того, чтобы поднять тиммейта. Ну что, Enjoy, твой выход! Это единственная возможность поднять сейчас 2 ПТС в свою пользу. Самый опасный ревайв, по-моему, за всю историю, короткую историю нашего турнира. И ты посмотри, куда сейчас снайпер подходит команде ТВ. Если он закинет хорошую каишку, это будет минус 3. И сегодня антирекордами будет наполнена наша трансляция. Ну что ж, снайпера только что были фаворитами. Имели также у нас 4 представителя в своей команде. Но остались буквально в соло. И тут же умирает у нас Citizen, занимая 4-ю строчку. Ну что ж, не повезло снайперам. Хаешку дать все-таки не получилось. NJ7 все еще притворяется кустом. У него это неплохо получается. Но вот зона не дает ему возможности продолжать эти движения проводить дальше. Как бы дерево не заставило. Стопило. Нет, все хорошо, он прекрасно понимает, что делать. Видимо, на опыте парнишка. Да, ползет, дал возможность отхиляться. И даже не накаляет. Он должен сейчас нокнуть Джокера после такого жесткого попадания. Enjoy, если ты потеряешь эти тайминги, я не знаю, твоя смерть будет максимально бессмысленной. И да, не может он сейчас забрать себе этот киллпоинт. Топ-2, команда ОТВ против коллектива МФ. Ну что ж, ребята, я думаю, всем максимально понятно, чей топ-1 сейчас будет. И просто на УАЗиках давят своих оппонентов, показывая свое преимущество. Друзья, они это заслужили. И состав ацтеков очень и очень... очень круто вылетает на первую позицию первой игры. Да, 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 друзья. Вот такой вот он. Максимально жесткий. Первый матч, где, помимо потрясающей игры, в частности, меня еще и удивляет реакция нашей, так скажем, базы, фан-базы, зрителей, которые почему-то больше внимания уделяют противостоянию СНГ-коллективов между собой, нежели болеть и поддерживать весь наш регион, все 5 команд на этом турнире. СНГ-комьюнити — это вообще очень интересная вещь, и очень интересные люди причастны к этим моментам. Очень много, к сожалению, пока людей, которые немного не понимают, что происходит на этой сцене, и они болеют за тех людей, которые побеждают и которые занимаются, по их мнению, правильными вещами на играх. Не, поддерживать команду, противостояние — это все равно круто, но нужно не забывать, что когда команды остаются одни, и им противостоять, наверное, уже именно только другие регионы, то здесь нужно держать марку и болеть, в принципе, за регион. Это лично мое мнение. Ни в коем случае я вас не призываю, как говорится, переобувашки играть, а именно оказать уважение, поддержку домашнему региону, потому что все ребята молодцы, ребята сражаются, коллектив Alliance потрясающе справились сейчас с Нави. И если была бы у нас, как на PMVL, да, такая хорошая система повторов, разборов, то я бы хотел бы ее, конечно же, увидеть, потому что как ребята заехали, сплетанулись 2 в 2 с двух сторон, после того, как, конечно же, нокнули аутбоя, это потрясающе, потому что Матик сразу не сообразил, с какой стороны к нему будут заезжать. Он встает, встречает двоих, причем очень достойно перестреливается, но не ожидает, что ему как раз-таки в спину сейчас заехало еще 2 представителя. Также у нас растерялся, не понял, что произошло, Меку. Ну, yep. А Тигзи просто находился чуть на неудобной дистанции. Альянсы успели еще и под ноги команде Нави закинуть хаешку. Я помню, одинок именно таким способом. Ну что ж, это была максимально быстрая реализация возможного хорошего момента. И Альянсам за это можно выдать огромный респект. Ребята подождали момента и реализовали его. А вот Нави, в свою очередь, немного не успели одуматься и это понять вообще, что происходит, что будет происходить. И мы увидели то, что увидели. Также, кстати, хотелось бы команду 12-18 оценить. Ребята очень хорошо отыгрывали от лоу-граунда, но опять же в последней зоне немного не повезло. С двух сторон коллективы. Коллективы делают интересные, нескладные вещи в их сторону, и ребята не проходят, к сожалению, в следующий сезон. Ну, это первый матч. У нас сразу же приезжает таблица первого Эрангеля. Ну и тут, пожалуйста, 23 ПТС. В общем, ребята забираются 8 киллами. Первое место как раз-таки Ацтек Вариорс. Ну что ж, круто. Респект Ацтекам, а далее Мариенс Форс ДЕ. На второй строчке 21 ПТС, 9 киллов и 12 очков за плейсмент, что также является высоким показателем, и им выдаем респект. Снайперы набирают у нас 19 ПТС. Коллектив как раз-таки World of Wonders у нас забирает 17. Ну а дальше что у нас интересует? Таблица у нас будет двигаться очень быстро. 7-я строчка — это как раз-таки Нави, но не то количество ПТС, о котором мы хотели бы думать. Согласен с тобой. Ну и сейчас на 12-й строчке нас интересует команда Альянсов, которые берут всего лишь 3 ПТС за матч и 2 килла оформляют для своих зрителей. Неплохо. Ну и 12-18 остается лишь 1 балл. Вот она, как говорится, новая система, она в самом своем, как говорится, раскрытии, но
Здесь 12-18 больше виноваты сами, потому что агрессивный коллектив, который очень умеет хорошо настреливать, должен был сейчас, ну, при хорошем раскладе уходить там минимум там, с 5-6 киллами. По крайней мере, это их такая домашняя заготовочка. Они выходят на охоту, забирают свои поинты и спокойненько возвращаются победителями домой, даже если это не топ-1. Кстати, я вот не помню, говорили мы с тобой об этом на эфире или нет, но первый день показал нам хорошую игру от коллектива Natus Vincere, но мы же не можем говорить о том, что они будут играть так на протяжении всех матчей. Конечно. Ребятам могло повезти немного на прокат зоны, где-то ребята провели неправильную ротацию, я имею в виду соперников команды Na'Vi, и, собственно, парни воспользовались этим моментом, ровно так же, как сейчас это сделала команда Альянс, и забрали свои достойные ПТСки. Вот если они на протяжении 3-4 дней будут показывать такие результаты, то мы можем судить о том, что эта команда максимально готова к сия ивенту. Да, да, в принципе, команда очень хорошо выступает, очень хорошо показывают быструю реакцию на ту или иную зону, прок, изменения, да, какие-то стратегии. И вот сейчас, опять же, да, я повторюсь, что мне было очень удивительно наблюдать, подсматривая, да, наши экранчики, это вот после закрытия альянсами Na'Vi, да, когда у нас иностранный коллектив начинает борьбу, не совсем удачно у нас ротировались, но рисковал капитан команды Sunrise, сплетанул состав Рудера одного, и это вот как раз-таки, что чатик, ну, как говорится, обрадовался тому, что у нас закрыли альянсы. И я здесь, ребят, говорю, что как раз-таки в противостоянии, когда у нас остается минимальное количество, давайте максимально поддерживать щиты за СНГ-коллективы. Конечно, ну и оставив сейчас тему Na'Vi, хотелось бы выдать респект за Хаешку Марлею, который похоронил целый коллектив. И Олаф всего лишь одним забросом Поку сдал информацию. Я вижу, что он успел и начал отползать с этой позиции, но безуспешно это было проведено. Также Матик в самом начале игры забрал хороших 2 плейсмента, 2 очка на киллах, на ротации, по-моему. Кстати, здесь камеру нам поменяли. Посмотри, мы с тобой в прямом эфире наблюдали со стороны как раз-таки там, где был у нас Матик, да, с того угла общая сцена. Сейчас нам показали это убийство раш команды Альянс именно от Тигзи, а потом переключились на Sunrise. Потрясающая возможность. Еще раз мы увидели, как Тигзи практически 1-2 у нас перестрелялся, но это был просто уже такой прощальный файт, даже сделая ног и добивая одного соперника, он был обречен на смерть. Ну а дальше вот, пожалуйста, интересные сражения. 12-18 потрясающе взяли позицию, как я сказал, после прокозоны они начали встречать своих оппонентов, к ним навстречу поехали SWAT 6-9, но они смогли забрать лишь только, по-моему, одного представителя, к сожалению. Да, парни очень опасно начали пикаться в опенфилде, и за это их наказали соседние коллективы. Что касается команды WoW, эти ребята также забирают хороший плейсмент для себя на этой карте, но коллективы прекрасно поняли, где располагается их, так скажем, база, и по этой базе очень быстро накидали. И, ну, бывает такое. Да, да, да. Ну, а пока что мы напоминаем, что если у нас в чате заводятся спойлеры, то таких мы называем редисками. Ну, как минимум. Редиска, которая будет совсем скоро исключена на определенный период времени. Но так, такие правила, ребята, пожалуйста, уважайте все комьюнити и да, не давайте... Можно модерам, в принципе, сказать, ребята, за спойлер бан. Да, да, все просто будет? Сразу до всех доходит, что здесь мы смотрим и получаем удовольствие, наблюдая за прямыми сражениями, противостояниями лучших коллективов Европы, а может быть даже и мировой арены. Поэтому, друзья, получайте максимум удовольствия, не занимайтесь ерундой и кайфуйте, поддерживайте команды вместе с нами. Ну и не забываем, конечно же, поставить лайк данной трансляции, подписочку, если вдруг вы проходили мимо и впервые оказались на этом канале, и колокольчик для того, чтобы не пропустить, потому что у нас целый месяц очень жарких сражений. Да, ребята, напоминаем вам о том, что все здесь делается для вас и для вашего удобства и хорошего времяпрепровождения. Поэтому, пожалуйста, если у вас уже есть какая-то информация, не давайте и не ломайте людям кайф от просмотра этой трансляции, потому что вот мы с Романом не поддаемся на такие штуки. И делаем все в режиме лайв, и нам это очень нравится, и мы сохраняем эмоции благодаря именно этим действиям. Поэтому, друзья, пожалуйста, уважайте других людей в чате и не давайте возможности им получить разочарование. Да, но я в любом случае уверен, что разочарование нас сегодня не ждет, только лишь успех, потрясающие выступления команд и достойные отпоры, особенно на новых локациях, где ребята сталкиваются с коллективами, с которыми ранее они не встречались. И также и сегодня, я думаю, что мы с тобой неоднократно увидим изменения с той картинкой, которую мы стабильно наблюдаем на СНГ-сцене. Там мы уже знаем споты буквально наизусть, а вот сегодня столько много молодых коллективов, еще и с решафлами, поэтому смотрим, получаем удовольствие. Да, совсем не
недавно была заанонсирована и выпущена карта Эрангель 2.0, и сейчас мы с тобой могли наблюдать за отыгрышем как раз-таки на новых относительно локациях. Это лоу-граунды, которые позволили сейчас как минимум двум коллективам дожить до последних зон. Прекрасно ребята ввели новые возможности и фишки этой карты в свою игру. БТРы, пушки, да, расставленные по карте, помимо этих новых ЛГшек в виде овражиков, да, которые мы вчера наблюдали, в том числе, помнишь, целый коридор, где двигались у нас команды, по-моему, Нави, в частности. Вот. И давайте смотреть, у нас Total Damage, друзья. Первое место как раз-таки снова за фаворитом вчерашнего дня. 1823 урона коллектив ВОВ. Прекрасно, но и не отстает команда снайперов. Сейчас они на четвертой позиции находятся по нанесенному урону, потому что ацтеки буквально на 10 нанесенного урона стали повыше. Превосходный результат. Ну и Нави 976 урона, 5 киллов, что тоже очень даже неплохо. Да. Альянсы не сильно отстали. В принципе, отыграли выше среднего, не считая первой четверки. Дальше доминируют над остальными коллективами. Это очень хорошо. Гаценты и Unicorns of Love постарались не отставать. Да, все коллективы постарались не отставать, но не у всех это дело получилось. Совсем скоро мы увидим таблицы, которые для нас уже подготовили, и будем проводить некую аналитику и, конечно же, готовиться к следующему матчу. Ой-ой-ой-ой, вот это вот, в принципе, такой, знаешь, формат ожидания, когда у нас двигается все таким интересным темпом. Сейчас много статистики интересной, как у нас отразится это на MVP. И, в принципе, когда я замечаю, трансляция у нас идет в формате именно бесшовного эфира, когда нас нагружают за счет API возможностей получить все данные по игрокам, по нанесенному урону, по киллам, по ассисту и так далее. Это, в частности, мотивирует не только нас получать удовольствие и возвращаться на трансляцию, и не уходить на рекламные паузы, но и наших игроков мотивируют сражаться, потому что чем чаще они так или иначе попадают в статистику, независимо от результата выступления команды, тем им приятнее заявлять о себе. А потом уже летят сторисы, интересные фрагмувики, наше с тобой комментирование, озвучка. Это все дает возможность ребятам буститься, продвигать свои социальные сети, которые дают возможность им в том числе и повышать стоимость своих контрактов. Конечно. Ну и вот сейчас первые топ-игроки, которые залетели у нас на матч. Это Сити Зенкс, который нанес 697 дэмэджа, оформил 5 киллов и сделал 0 ассистов, а прожил целых 26 минут 28 секунд. Да, Джокер у нас обезвредил также несколько коллективов. Очень важные моменты были, особенно когда ребята остались в меньшинстве, но он не сдавался. Зесси здесь хорош. Мне он сразу же напоминает мировые форматы, Куала Лумпур, противостояние Бигитронов, Зукси и Лукси. И вот он такой, как бы я рядом, я как бы похож по написанию, к созвучности. И такой же яркий молодой человек, 905 урона нанес, 2 килла он сейчас сделал, 3 ассиста, молодец. Ну а заключает наш топ игроков Enjoy7, 464 дэмэджа, 3 килла, 0 ассистов, отлично, хорошо отыграли у нас ребята и удостоились возможности и чести попасть в топ этого турнира на первом матче. Слушай, здорово. Здорово. И в любом случае, друзья, сейчас нам предстоит подготовиться ко второй карте. Мы напоминаем о формате проведения. Каждый матч у нас меняется группа, играют они по очереди для того, чтобы создать для вас максимальную интригу и возможность каждому зрителю получить день за днем картинку, где играют их составы, потому что и так королевская битва, да, у нас бывает, не всегда дает возможность понаблюдать за всеми командами. Так еще и бывает, группы делятся по дням, и вы приходите на любимый канал смотреть самый топовый главный турнир, а ваша группа сегодня не играет. Но только не на EMEA лиге, друзья, потому что каждый день играют все группы через один матч, по очереди сражаются, все для вас создаем для максимального удовольствия. Да, сегодня вообще трансляция, как правильно сказал Роман, создана для того, чтобы все зрители этого мероприятия остались довольны и рады, потому что мы имеем возможность наблюдать абсолютно за всеми участниками этого турнира, и это огромный-огромный плюс. Я надеюсь, что в будущем все мероприятия подойдут под вот такой вот формат проведения. Да, ну и в частности мы напоминаем, что для нас, Никита, сейчас это будет отличная возможность выложиться на максимум, потому что после второго матча на данный стол комментаторский зайдут. Никита, Cold Star и Алексей Медик. Он сейчас потрясающе готов после вчерашнего мини-корпоратива. Он, наверное, сейчас прям летает.
Ну, слушай, у Алексея вообще все, в принципе, неплохо, как и у Никита Колдстарчика, который, я думаю, все-таки зарядит наших зрителей позитивными эмоциями и продолжит вести это мероприятие. Ну, а у нас еще есть время провести целую трансляцию с вами, чему мы с Романом, несомненно, рады. И постараемся сделать все, чтобы она вам понравилась. Да, кстати, Алексей очень хорошо размялся. У нас было официальное еще одно мероприятие. Ну, а пока что снова нам показывают игрока The Seed, который за три матча очень неплохо так поработал. Прекрасно, ребята. Нанесенного дамага 2519. В общем, отличный результат. Среднее количество киллов 3. И это также превосходно. Да. Что нам сейчас остается ждать? Напомни мне, какая вторая карта будет? Так увлекся. Мирамар. Окей. Алексей Медик, вы извините, но вашу любимую карту мы сейчас отберем себе. Команда Na'Vi на наших экранах сегодня на Мирамаре должна показать что-то неимоверное, потому они, что... Они, наверное, отдыхают что? Сейчас. А почему это? Надо два матча подряд, возможно, но... Возможно, но... Вот нам сейчас показывают как раз-таки расписание, играет у нас... А нет, смотри, C и D сейчас на Мирамаре. Да, пожалуйста, а это значит, что мы с вами будем наблюдать за Team Umbra из интересных нам коллективов. Next Congenials наконец-то включатся. И, конечно же, из группы D это... Альянсы и Натус Винсер. Слушай, это здорово, это круто. Опять же, респект режиссерам, лайки, подписки на ваши души, как говорится. Но, ну, спасибо за такую прекрасную возможность. Сразу же дали зрителю актуальную информацию. А если вдруг вы находитесь не в прямом эфире, как мы сейчас с Никитой, то вы можете просто спуститься в описание данной трансляции. Там всегда есть полное расписание, составы групп. Смотрите, забыли, еще раз смотрите, забыли, еще раз смотрите. Поэтому бесконечно используйте эту функцию, в отличие от нас, потому что нам чуть-чуть это делать неудобно. Нет, но в любом случае у нас есть такая возможность, и мы при первом же случае можем этим воспользоваться. Ну что, Роман, целую ваши мысли, как говорит один из наших контент-мейкеров и стримеров, плюс киберспортсменов, и готовимся к карте Мирмар. Хорошо. Не, так, предикшены. Во, думаю, что-то мы забыли, что-то мы не указали. Давай. Состав. Кого бы сейчас отличить? Слушайте, я даже не знаю, кого назвать, потому что примерно у нас есть 3-4 фаворита, на которые ставить было бы максимально, ну, давай понятно. Три наших команды. Найксы. Конгениалсы должны стрелять. Потом Alliance и Na'Vi. Кто? Первое, вот называй свою тройку. Первый, второй, третий. Давай, наверное, вот так сделаем. Я поставлю на... скорее всего, сейчас топ должны попробовать забрать конгениалсы. Угу. Вторую строчку постараются забрать Na'Vi. И третья строчка отлетит альянсом. Окей. Я скажу так, что карта как раз-таки Мирамар у нас очень хорошо отыгрывается коллективом альянсов. Alliance. Ребята будут здесь бороться, в принципе, за вторую строчку. Я ставлю Alliance, что они будут выше в таблице, чем Na'Vi. Na'Vi идут на втором месте, на третьем Найксы, потому что именно Мирамар все-таки отыгрывается двумя коллективами очень хорошо. Это бывшая, уже не существующая команда Новая Эра и Альянсы. Ну, я ставлю приоритет, как Альянсы более сыгранные, то есть они должны отыграть стабильнее. Вот. Но вот такое именно конкурентное будет преимущество между двумя этими составами. Слушай. Также Na'Vi могут на характере вывозить, но вот мой предикшн именно такой. Третья строчка Найксы, второе Na'Vi, первое Альянсы. Интересно. Но не факт, что вот по очкам у них там будет именно такое распределение. Да, вообще не факт, что все три коллектива зайдут в первую тройку, но... Не, я имею в виду первую тройку среди СНГ, то есть между собой. Понял. Это не предикшн, первое место может быть вообще за командой ВОВ сейчас. Слушай, и 69-е на первой карте, они максимально бодались и хотели забрать эти первые три позиции, но их отталкивали, с каждым их мувом им было все сложнее двигаться вперед, потому что коллективы, которые были по левую и по правую часть карты от них, максимально не хотели этого момента. И у них был момент, когда они все-таки могли сместить один из составов одной хаешкой, но, к сожалению, снайперы успели предотвратить эту чрезвычайную ситуацию, и, к сожалению, пора ничего не вышло. Ну смотри, тут как бы не отмечали наши коллеги того, что мы сейчас наблюдаем коллективы, что это ИМЕА-лига, но, друзья, не все регионы настолько конкурентоспособны и насыщены очень сильными командами, как СНГ и центральная, да, европейская часть. Поэтому... как выходили ребята очень легко из своего региона победителям на
прошлую мировую лигу, так сейчас они выскочили на европейскую лигу, но мы чувствуем, как им тяжело. Они всегда практически отлетали у нас в отборочных стадиях на PMVL, и сейчас также мы видим, что с большим трудом им достаются любые поинты, а если и выживают, то только за счет плейсмента, то есть неактивной борьбы. Стрельба у них против сильнейших командов, ну, явно не задается, и поэтому, в принципе, мы их наблюдаем. Вот сейчас выживание, да, была неплохая позиция, ну, а что показали? По сути, ничего. На ошибках бывает, какие-то поинты вылавливают, еще что-то делают. Но региону, вот, который, как говорится, идет южнее Турции, ну, чего-то не хватает. Frag Machines то же самое. Вчера, окей, потрясающее выступление от Фейкера было в том числе. Но, опять же, они, как бы, знаешь, из там 5-7 матчей выстреливают 1-1.5. Да? Все, все остальное, в принципе, не в их калитку. Ну что ж, у нас остается совсем немного времени для того, чтобы понять, насколько коллективы готовы к следующей карте. И мы максимально близко приближаемся к тому моменту, когда мы сможем понять, смогут ли сбыться наши предикшены. И, конечно же, я жду этого Миромара. Чего ты так нахлебался? Я тоже жду. Мне кажется, что Алексей придерживает старт второго матча. Такой: Миромар достался не мне, тогда пусть подождут. Он просто едет с вот это вот мероприятие, дуо, которое прошло также перед нашей трансляцией на канале PUBG Mobile Россия. И, видимо, из-за этого у нас легкая задержка, но она пока что выдают сейчас статистику. И снова здесь ProLord и Рабдини. Здравствуйте, любители Крика и Сергей. И просто Серега. Здорово, здорово, парни. Статистика такова. 480 дэмэджа слева, 544 дэмэджа справа. Ничем фактически не отличаются ребята, но вот по киллам здесь колоссальная разница. Да. Рабдини больше отыгрывает в стиле саппорта. Ребята все еще готовят свой камбэк. Все мы знаем, что Канина Пауэр сейчас изучит ситуацию, команды прочувствуют, а потом поставят какой-нибудь рекорд фрагов так на 25. Поэтому очень-очень ждем. Конечно, друзья, конечно. Мы не знаем примерно, сколько у нас остается времени до начала следующего матча. Поэтому, друзья, пожалуйста, запаситесь терпением, сходите, сделайте все ваши домашние дела, налейте прохладительных напитков и запаситесь едой для того, чтобы следующие 35-40 минут вашей жизни прошли очень хорошо и сытно. Ну и не забывайте про лайк на эту трансляцию, подписку на канал и, конечно же, установки колокольчика для того, чтобы не пропускать следующие ивенты. Ведь, как мы уже говорили, большое количество раз их будет очень и очень много. И мы хотели бы видеть каждого из вас на каждом ивенте. Да, ну а пока что хочется просто сказать: медика, дай Миромар, дай поиграть пацанам, пожалуйста. Леш, ну давай уже, ну давай не будем капризничать, все-таки уже не маленький, ну пожалуйста, ну запусти Миромар уже. Ну потом поиграешь, покомментируешь, ну в самом деле. Слушай, мне кажется, у медика сейчас такое состояние, что он, в принципе, единственное, о чем думает, это не Миромар, не Рангель, не Санука Викенди. На кроватке он сейчас думает. Как прийти на свой большой-большой матрас, который выдерживает вес после 100 килограмм, и все-таки упасть на него и, наконец-то, насладиться хорошим человеческим старческим сном. Старческим сном, но нет. На Алексея у нас вообще бодр, полон сил, и сейчас у него вторая будет трансляция. Друзья, поэтому в любом случае поддержите на максимум команды, комментаторов, Алексея Медика, в частности, за его вот такой сейчас большой вклад в развитие. Старается, не устает. Это не то, что ты в 20 лет уже на пенсию готовишься, а вот он до последнего бьется. Старое поколение, ух, закалочка. Правильно. Бить в одну точку в его случае — это очень-очень хороший вариант. И других-то вариантов нету. Куда уж, скоро все, пенсия. Преклонный возраст — это тяжело, тебе ли не знаю? Ну да, в принципе, можно помечтать об этом. О чем опять? Отдыхаешь, ну да, а европейской только. Нет, Россия. У нас нет пенсии. Спокойно, у нас все хорошо, друзья, у нас все прекрасно и великолепно. Ничего подобного такого. Это все ирония, и да, мы ничего такого в виду не имели. Никита Колстар у нас сегодня провел замечательный эфир, и совсем скоро на заряженной ноте появится на ваших экранах. Мы надеемся, что у него также все великолепно, он немножко поправил свою бородку, его стремяночка уже стоит и ожидает его на этом месте, поэтому, ребята, вы как раз увидите нашего уже не молодого, но все-таки перспективного комментаторского бойца в деле по пояс через буквально часик.
Ну, главное, что ты не сказал ничего более умное. Я очень иногда переживаю за твои мысли. Друзья, тем не менее, мы уже дожидаемся начала трансляции. Я думаю, что небольшие такие задержки иногда бывают, несмотря на, как говорится, уровень подготовки и профессионализма наших организаторов. Я думаю, что уже совсем скоро мы отправимся, потому что не от нас зависит старт. Иногда бывают, у нас слетают лобби, приходится ребятам перезаходить, давать время на перезагрузку игры для того, чтобы снова отправиться, и уже никакие проблемки им не мешали. Поэтому чуть-чуть еще стоит подождать. Обсудить мы еще можем тему интересную предстоящего. Это уровень команды подготовки, в том числе на CIS Challenger'е. Данный формат мероприятия не предусмотрен, в отличие от прошлого, да, рекламой мероприятий. Это у нас кампус, это у нас CIS Challenger, это National Cup. И, может быть, еще что-нибудь интересненькое нам ребята подготовят, потому что вот график на ноябрь нам еще плюс-минус известен. А вот каким будет у нас декабрь, там информации пока что не так много. И, возможно, именно под Новый год нас тоже ждет какой-то очень крутой прогресс. Сейчас мы с тобой по поводу кампуса еще немножко поговорим. Я надеюсь, что... Да, ребятки, итак, на наших... Поехали! Я это выучил, наконец-то. И это ошибка, друзья. Мы с вами отправляемся на Викинди. А это значит, что где-то сейчас радуется... Ты просто дезинформатор. Ты заставил меня поверить. Миллион раз вспомнить медика. А у нас Викинди, чикен, блин. Фу, дезинфа подлетела. Долой его отсюда. И да, Канина Пауэр сегодня у нас все-таки играет на этом матче. Ура, товарищи, болеем за наших казахстанских друзей и пожелаем им хороших-хороших игрушек. Давайте, парни, полетели в район кантры. Сейчас, возможно, будет направляться один из коллективов, а вот и весы уже в Вихаре будут собирать для себя девайсики. Слушай, а если у нас поменялись, так скажем, карты в расписании, может быть, у нас еще и поменялись группы в этом расписании, и мы сейчас будем наблюдать совершенно другие команды, но как минимум Канина Пауэр волнова, мы сейчас увидим, а значит, реально может попахивать большим успехом. Ну да, мы не готовились встречать Канина Пауэр, поменялись у нас расписание, видимо, чуть-чуть съехал формат... заполнение группы. Ну, такое иногда случается. Ну, подумаешь, граф пакет не то чуть-чуть. Ну, ничего страшного. Кик комментаторов и все тут. Как бы. Так, не, нам же вывели картинку. Там, помнишь, нам показали карты и группы, которые играли. Так что даже ты тут не виноват. Ты, в принципе, читал все, что видел. Ну, чикен не виноват. Я подсяду. Короче, на 17-й позиции находится у нас команда ПА. И ребята отправляют в сторону порта. И они очень правильное решение сейчас делают. Посмотри, где находится Nikes Congenials. Вот это великолепно. Ну, хотя бы Nikes'ов оставили на prediction, ну, покормимся. Ну, тогда, слушай, если это Викинди, то мой prediction как раз-таки на Канину Пауэр. Среди наших СНГ-коллективов сейчас ребята покажут, как они умеют играть данную карту. В частности, отыгрывать у нас от Волнова. Потому что в прошлых, кстати, сражениях они впервые не прыгали на Викинди на Волнова и меняли споты на СНГ-состязаниях. Ты посмотри сейчас. Я даже не знаю, что ощущает игрок состава Blaze'ов, когда видит 4 шага на мини-карте. Он просто не двигает. Хотя нет, он позволяет себе очень многое, потому что у него имеется узишка в руках, и выход от Изи 1 на 1 начинается. Close fight, и перестрелка заходит очень далеко. Blaze минус. Фух, вот тебе и начало. Яла. Яла и спорт у нас зажигает. Ну, посмотрим. Blaze, кстати, вчера тоже создавали интригу. До последнего были команды, которые, в принципе, создавали сценарий, разыгрывали, и от их как раз-таки выступлений многое зависело. Поэтому давай посмотрим, что они сейчас будут творить на Викинди. Ну, а пока что чудеса паркура от ПК. Отлично, отлично. Яла начинает сейчас свои игры. Мы ждем от этих ребят больших достижений. Ужасных достижений, но великих. Ужасных, но великих, это вообще нормально. Ну, Волан-де-Морт. Окей, окей, хорошо. Так, ну что ж, Блейз Кудур, к сожалению, не нашел для себя шлем для того, чтобы головку свою защитить, но уже видит первый и бежит именно за ним. G36 имеется в руках, это значит, что какой-никакой перестрелки в самом начале он все-таки готов, но Коркер Раха потеряли они в самом начале, на первых минутах матча, и это прискорбно. Сколько много ты интересной информации уже закинул за первые несколько минут. Ужасной, прискорбной. Что с тобой происходит? Чем тебе? Миромар забрали? Медик, верни Миромар. Он его укрыл. Ты представляешь, насколько он вообще... Какая у него силушка. Он не просто не... трансляцию задержал, он еще и карты подменил. Ты понимаешь, что медик — это Гринч? Гринч хитил. Похититель Миромара.
Гринч украл у нас Рождество. Я придумал ему костюм на какой-нибудь корпоративе по мобайлу. Ну, по крайней мере, половина костюма у него есть в нижней части, пузико торчит ровно так же, поэтому наш зеленый бородатый друг, в принципе, наполовину готов к Хэллоуину. А к Хэллоуину готов именно верхней частью, потому что лицо у него уже... Ладно. А на полках магазина зеленая краска была, где ты брал красную? Нет, а там, где ты покупаешь бритву для своей репы. Не смотрел? Нет, не смотрел. Жалко, посмотри. Ну, пока что мы посмотрим за леопардом, который нам ничего не подготовил. Ребята просто лутаются. Поэтому, друзья, не обращайте внимания на наши порой глупости. Мы просто выигрываем время, потому что ничего сейчас не происходит. Да, ну, однако, космодром лутается очень хорошо ребятами. Вот на X-Con Genials видит ротация от Буджа. Малой, возможно, ее даже слышит. Будет ли выходить он на дорогу и ловить эту машину, пока немного непонятно, но нет, малого интересует больше девайсики, благодаря которым он совсем скоро сможет оформить парочку ПТС в копилку команды на X-Con Genials. Йоу-йоу-йоу, здесь я, как говорится, с тобой согласен, но пока что коллектив ТФ двигается, посмотри, поверх карты и проскакивает сразу над коллективом Найкс. Ну что ж, Nexa Витамин с Бирильчиком будет отыгрывать сейчас, но все-таки G36 работает лучше на средних дистанциях. Контролировать отдачу гораздо приятнее. Буджи на прицеле Алкем использует медикаменты, а Питер Свитер не собирается его вытаскивать с этой позиции. Локона под сейф заходит с другого дерева и, возможно, будут прокинуты дымы на перебежку. Витаминчик, ноль патронов. Что случилось? И горит пока что у нас как раз-таки один из представителей 11-го состава. И Питер Свитер потрясающе справился с забросом молота. Ну что ж, я верю в Витамина. Он может здесь отыграть и сделать как минимум дабл. Но пока что один поинт ребята себе уже залутали. Ну что ж, неплохо. Конгениалсы начинают, и наш предикшн все ближе и ближе становится. Это круто. У Локи половина хитпоинта всего лишь. Питер Свитер пытается с УЗИшки правую часть дерева чекать для того, чтобы буквально в пиксель дать прострел. Но пока не хочет этого делать. И вот Витамин по левую часть карты все-таки вытаскивает Локу на свой коллиматорный прицел. Ребята очень хорошо растянулись. Малой находится самый в правой стороне. Провожает двоих. Нужно еще раз пропустить вторую машину. Неужели он не слышал и имел возможность как раз-таки отстреляться по сзади идущему сопернику? Но нет, здесь уже тайминги потеряны. Нужно теперь перестроиться для того, чтобы не попасть в засаду. Все-таки, когда ты находишься один, причем посмотри, как широко сплетанулся на ту часть дороги, можно было получить ответочку. Да, ребята, жаркие битвы сейчас за верхнюю часть зоны проводятся у нас. Малой, примерно понимаете, находится Буджи и двигается в его направлении. Попытается вытащить для себя еще одну ПТС-ку. Малого поддерживает Питер Свитер, который с хайграунда будет заходить. Но тут уже 16-я команда есть, и по ним также работают. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Вот это начало. Вот эти и Викенди, и Тим Амбра на наших экранах. Тимирин Перкс, ты посмотри. Коллектив, получается, PA против Амбра. Смотрим, прокидываются у нас молотовы вместе со смоками, хаешки летят, ну и пролор здесь немножечко оделся легким испугом. А вот тут уже начинается перестрелка 4 на 4, прокидываются хаешки, но Виндекс все еще работает на сближение. Маршал отправляет ног, это Дис, и Перк попытается обойти по левую сторону своих оппонентов, пока ничего не получается. Кет собирает информацию по Иола, Виндекс использует бинты для того, чтобы пополнить запас своего здоровья, прокидываются дымы. Неужели ребята из 19-го состава собираются уходить отсюда, а базе тем временем по маршалу работает. Ну что ж, пока что у нас, в принципе, все спокойно. Не хватает только четверых игроков. 16 команд, тем не менее, у нас участвует в этом матче. И посмотри, Снейки тоже у нас находится недалеко. Также есть зажим. Перк все-таки добирается, но это не Амбра, это Снейки. С двух сторон по ребятам из Снейков работают сейчас. У них максимально сложная судьба на Викенде, но я думаю, они все-таки справятся с поставленной задачей и выйдут из этого положения. Ты посмотри, как Упая сейчас также горит. Горит их положение в турнирной таблице. Да, кто бы мог подумать, что у нас ожидает такой старт. Минус один представитель, 59, тем не менее, играем. HQ, ребята, которые, по-моему, один поинт, да, у нас имели по результатам вчерашнего дня. Ну и посмотри, Кет у нас также летает у нас в ног, и EPF начинает у нас испытывать небольшие сложности, хотя было потрясающее начало. Неужели не отпустят сейчас молодого бойца? Пятую точку Перкса сейчас закрыла сковородка, ему это было только на руку, потому что именно поэтому он не получил нока. Дэйсэван работает по левую сторону, у Пая все еще проблемы, Иллюзив на ногах находится, и Перкс будет использовать медикаменты для того, чтобы выходить на состав. Умбэ, Пролорд смещается немного правее, Лока и Пауэрфул, к сожалению, пока ничего не делают. Бойко и СНК также готовы к этой войне. Ну что ж, Виндекс очень был непредсказуемый боец на PMV лиге. Я так и не мог
понять, знаешь, иногда он выдает невероятные этюды, а потом резкие просадки, потом опять он уходит в затишье, потом опять безумно нас удивляет. Посмотрим, как он подготовился к этой лиге. Есть определенная ставка. Самый, наверное, недооцененный боец в коллективе Амбра. Ну, а пока что Перзин у нас находится уже на коленях, и парень ушел в ног. Так, ну что ж, Амбра, как же вы будете справляться с этой ситуацией? B1 получает по голове, так плохо. Адес выходит в левую сторону и начинает давать ответочки. Мартеза с наклончика чекает позицию шестого коллектива, но, к сожалению, пока без прострела. Дес Мартезу спугивает, и он больше не будет пикать своей головы. Прокидываются хаешки и дымы для того, чтобы подсейвить позицию. Самое главное, подняли у нас Перзи. Тут же Мартеза отрабатывает по базе. Только хотел сказать, что я его не узнаю. Обычно он один сразу же за троих работает, удивляет в соло исполнении. Но в командной игре он, тем не менее, не расстраивает. Никуда не торопится, но начинает набирать обороты. Базе уже находится в ноги, наказан за агрессивное поведение в свой адрес. Да, к сожалению, потеряли мы одного из представителей шестого состава, и подъема, скорее всего, не увидим. Трон добивание организовывает у нас, и Перс выходит на позицию. Перси начинается перестрелка. 1-2. Не вывезет он, скорее всего, этот зажим. И далее Алин попытается на подсейве сработать. Бэйван и все-таки будут вчетвером продолжать этот файт. Минус Трон. Отличная работа. Фрамер сразу же его добивает. И плюс один поинт. Это Вайпс. И, ну, и, конечно же, Black White также нас встречает команду и отправляет отдыхать у нас коллектив Blaze на 16-ю строчку. Ну что ж, наконец-то открыт у нас счет по количеству умерших команд. Канина Пауэр. Наконец-то мы рады видеть вас в килл-чате. Ну а далее Перс. Прекрасно понимает, где находится Мартеза, и пытается от третьего лица чекать его позицию на БК. Не выходит и не пикается состав Амбра. Ну что ж. Очень хороший темп у нас ребята задают. Пие, Кеда, тем не менее, подняли. Амбра никого не лишились, а вот тебе, пожалуйста. Алды и Миракл у нас забирает представитель команды BL. Ну что ж, Капалаха жалко, и за ним же сразу Олдхап падает. Но как базе все-таки подняли его команда под номером 6, получила уже 3 нока, как минимум. Олдхапа будут поднимать, и Дэша вместе с Мираклом должны просто дожимать позицию своих оппонентов, даже так же в ног отправляют. Ты посмотри, базе не просто воскрес, а еще и сразу начал охотиться и зарабатывать у нас киллпоинты. Но Мартеза как находился в одиноко стоящем маленьком туалете, так и оттуда и перестреливает соперников, и никто не рискует с ним сблизиться. Но тем не менее, опять же, когда мы видим в команде, точнее в килл-чате новый коллектив, мы понимаем, насколько густые у нас здесь события. Ты видел, сколько команд? 5. На этом одном маленьком пятачке 5 коллективов. Да, это значит, что люди, занимающие центральную зону в этой войне, сейчас будут в очень сложном положении. Это как раз таки бэйваны у нас. От капа все-таки много отправляют, и Миркл работает по шестому коллективу. Опять имеется ног базе, пока что на ногах. Тем временем Диса в ног отправляет Миракл. Ну что ж, остался у нас тоже один, а нет, двое базе и Алина. У нас сразу же был он поднят очень быстро, захилил аптечку и продолжает у нас сражение. Ну, вдвоем будет легче. Только хотел сказать, что базе остался в соло, но нет. Но, тем не менее, посмотри, ребята, как сильно душат команды, умудряются между собой не взаимодействовать, а здесь присоединяется со сковородочкой, ну, с отсылочкой. Знаете, что это значит? Конечно, коллектив Nix Congenial Solution. Базе, один из представителей казахстанского комьюнити в Бэйванах у нас сейчас участвуют. Конгениалсы пытаются закрутить по левую сторону, и пока у них это дело неплохо получается, витамины на прицеле появляются у как минимум двух коллективов, и все-таки витамины много отправляют. Это очи состава Пун Доктор. Тем временем витамины добивают большие проблемы у состава Nix Congenials. Миракл прокидывает им для того, чтобы поменять свою позицию. Неприятно, неприятно сейчас было потерять команде витамина главного MVP, но тем не менее Nix продолжает у нас участие. Вайпс теряют у нас еще одного представителя, и это Рабдини. Пытается поднять статистику, все-таки ему не понравилось соотношение с Пролордом отставать так по статистикам киллрейта. Очень печально, что мы с тобой не можем и со зрителями наблюдать файты Канины Пауэра, ведь именно их мы и пропускаем. Но, возможно, на повторах мы все-таки увидим эти моменты. А пока базе замечает Мартезу в этом одиноко стоящем туалете, но прострела погадать не может. Тем временем от Садата мы видим ротацию. Это всего лишь 13-я минута на карте. Посмотрите, какое количество разных файтов у нас сейчас на экранах. Ребята, они все поднялись, все, как будто бы по ним и не проходили. Два нока, буквально уже я их похоронил, хотел отправить их в лобби, потому что было 5 команд, в принципе, на этом пятачке, но нет. Ребята снова вчетвером. Невероятно, я бы так сказал. Ну что ж, кстати говоря, по-моему, это не тот базе у нас, о котором я говорил, но если это представитель казахстанского все-таки комьюнити, я буду за него безумно рад. А теперь посмотрим за зоной, куда же она все-таки отправит нас. Канина Пауэр в нижней части карты имеет небольшие проблемы со седьмым коллективом, и это Vibes команда, но ребята проводят ротацию все-таки в зону, видим по Гонзе и Акзеру. Я не знаю, какой магнит сейчас носит в своих карманах коллектив Амбра, но ты посмотри, они буквально
как торнадо закрутили вокруг себя еще большее количество коллективов. Туда приезжают и приезжают, приезжают и приезжают. И также у нас появляется Канина Пауэр, но пока что они находятся за зоной. Идет перестрелочка, Равнини находится в ноке. Сразу же Рэймон отрабатывает по нему. Неужели будет добивание? Да, к сожалению, Равнини у нас добивают. Печальная ситуация для команды Канина Пауэр. Актер в опенфилде от Рэймона получает по голове тем временем. Наши экраны разделяются на три. Гонза по правую сторону пытается играть. Рэймона все-таки в ногу отправляет. Израиль готовится к перестрелке. Два в одного. Гонза ВСС выходит на позицию. Это минус вайпс. Канина Пауэр. Да, при потере Равнини, тем не менее, ребята выходят победителями из этого файта, отправляют ребят на 15-ю строчку. Акзера очень быстро нужно сейчас поднимать и отправляться сразу же в зону, потому что там тучи сгустились до невозможного состояния. Но, тем не менее, Yellow Esports также нас радует своим присутствием. Ребята уже на длинной дистанции пытаются отстреляться по 10-й команде, которая находится немного правее от них. Вот это, ребята, я понимаю начало, но опять же, эти файты проводятся за зоной, что очень и очень опасно. И Алланас тем временем собирает информацию по Снейкбойке, который находится в левой части карты. И сейчас бы увидеть зону, как у нас распределяются силы по карте. Ну, пока что у нас, посмотрите, чуть-чуть отзумившись, мы видим дистанцию между командами, но когда это показывают именно с первой зоны, кажется, что они очень близко друг к другу. Но, тем не менее, есть какое-то пространство, но я не думаю, что нам стоит ожидать каких-то больших ротаций. Не самые такие активные команды, да, для того, чтобы мы наблюдали сейчас лутание транспорта и раш кимпов, как это сделали альянсы против Нави на первом рангеле. Ну, не все, к сожалению, у нас на мапе умеют воспользоваться слабостью своего противника и отыграть это в свою сторону. Ну что ж, ничего страшного, будем наблюдать дальше, и, возможно, эти качества появятся у всех коллективов. NextGen Genials на ротации в Open Field занимают хороший лоу-граунд, и от ландшафта сейчас попытаются построить свой дальнейший гейм-стайл. Ну и алды также находятся немного ближе к кимпам. Да, но, ребята, посмотри, остались у нас втроем, но, тем не менее, все равно играет достаточно широко. Бойко добирается у нас до базы. И что ж, вот тебе и фраги. Давай смотреть аутплей с Фриком. Как раз вчера у нас бились до последнего и сражались, я не знаю, за четверых, это уж точно, хотя были вдвоем, но создали именно такое впечатление. HQ Лока на наших экранах мониторит как раз состав EVS. Но пока не палит свою позицию Лока. Он сейчас мог выдать нок Ворлду и прямо сейчас может это сделать, но немного не хватает ему пространства для того, чтобы более хорошо контролировать перебежку одного из представителей команды. Под номером 13 Powerful чекает левые ротации своих противников. А Джамас и Лока сконцентрированы как раз таки на перед и на ротацию дальнейшую своего состава в эту сторону. Да, да, да. Ну что ж, посмотрим. Кстати, вот эта привычка. Иногда, извиняюсь перед нашими зрителями, когда мы читаем две заглавных буквы тега, а потом заглавную букву имени, и автоматически ты ее прибавляешь к тегу. Вот есть такой момент. Именно IW у них был тег, а не EVS, потому что S это уже от имени Sword да. У него шло. Ну, вот такие бывают иногда моментики, друзья. Не обижайтесь на нас. Но пока что коллектив как раз KPA Savagex против команды Team Umbra. И вот посмотри, как у нас справляется сейчас Windex. Но нет времени поднимать товарища. Нужно сначала устранить кеда. Ну, какая же могла бы сейчас быть грубейшая ошибка, но нет, он перестреливает. Потрясающая работа. Отлично, Амбра себя чувствует. И Лузева остается совершенно один против представителей команды Амбра. Виндекс 1 на 1 с Берилла отрабатывает превосходно. И про лорда сейчас успеет заревайвить. Пола Рейс отправляется на 14-ю позицию. Превосходно. Ребята в центре потрясающе отработали. Мартеза не подводит. Мартеза хорош. Вышел, подстраховал и дал возможность в том числе спасти жизнь Проворду. Жалко. Хотя Виндекс еще чуть-чуть и поспешил бы его поднимать. Мог повернуться спиной и отправиться вместе с Проворду в лобби. Но, к сожалению, этого не произошло. Далее Капахала из команды Бэйванов проводит опасную ротацию передвижения по карте. Состав Амбра остается немного левее. Команда Яла будет готовиться к перестрелке с командой Пун, которая находится на 10 позиции, а вот Изи немного отстает. Ну и коллектив BL, мы напоминаем, что это Bloodline, ребята, конкурируют с Канина Пауэр и Team Umbra по киллам в этом матче. Пока что рекорд у нас 4 ПТС на команду. Ну и всего лишь 7 или 8 коллективов остается у нас фулл сквадом, а далее Капахала все-таки выходит на позицию состава Амбра, у Виндекса половина хитпоинтов, минус Мартеза на ревайве сейчас может оказаться. Пролорд в спине чекает команду Ivy, Кетч уже готов к прострелу Пролорда. Ребята, Сергею нужно сейчас проводить ротацию в обратном направлении, шестой коллектив встречает Виндекса, в ног отправляют
базиска Пахалы должны прямо сейчас докрывать Мартезу. Слушай, ну Виндекс сейчас от третьего лица должен был его встретить первый. Очень быстро и уверенно двигался как раз игрок, а Пахала, и я удивлен, если честно. И как раз вот две команды, у которых по 4 килла уже имеются, начинают доминировать, забирают сразу же пятый поинт. Ну и здесь ничего не предлагает коллектив Тима Амбра. Мартеза с Провордом очень сильно растянулись и никак не помогли своему товарищу, учитывая, что и так уже остались втроем. Ну что ж, с таким сплитом, мне кажется, мы можем их сейчас в принципе потерять. Да, эх, ребята, опять находятся в треугольнике. Опасное положение имеют. Капахала закидывает коктейль Молотова. И, возможно, будет сейчас попытаться дожать Мартезу, который опять захолдился на позиции вместе с Пролордом. Ребята остаются на ногах. 14-я команда занимает хорошую позицию в зоне. Пролорд проводит ротацию по крыше. Это очень опасно в связи с тем, что рядышком как минимум три коллектива имеется. Таймится Хаешка В6 состав, ну возьмет ее в руки. Ну, как говорится, со стороны виднее, Никита, со стороны виднее, тем не менее. Ребятам сейчас очень тяжело, ребята, остались вдвоем. Сергей осторожно отрабатывает. Хорошо, что третий шлем, можно немного и попекать. А вот тебе, пожалуйста, Мартеза вновь уронил у нас базик. Капахал у нас также нокает Мартеза. Вот она, та самая звезда, о которой я не перестаю говорить. Он очень импонировал нам всем, несмотря на то, что он не с нашего региона. Ну и смотрим, как сейчас будет у нас справляться Ален при выходе против Мартезы. Неужели не оставит его давить? Нет, он просто делает хет-трик. Господи, как же я его люблю. Остается просто в живых Мартеза прямо сейчас. И на переключение орудия поймал своего противника Мартеза. И 29 бинтов имеет. Ты просто посмотри, закидывай дымы для того, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно. А Бойко и Сенкио также сейчас должны провести ротацию в сторону команды под номером 13. Амбра, Мартеза и Пролорд будут их встречать. Чтобы убить Мартеза, ему нужно расстрелять, взорвать, закинуть его Молотовым. А он все равно как мумия восстанет с 29 бинтами и пойдет вперед. Ему ничего не страшно, он просто красавчик. Да, ну Мартеза, конечно, радует нас сегодня и попахивает, я тебе скажу, MVP этого матча. Для него это уже нормальная история. Это, в принципе, я же говорю, когда он нашел качественный состав, это потрясающая работа, результат, который мы с вами наблюдаем. Немного не хватило Виндекса сейчас в этом замесе и, конечно же, Перзи. Слушай, вот реально, вот этот состав, если бы он на PMVL бы играл, я думаю, они были бы более высокой позиции в общей таблице, но пока что не будем их, как говорится, закидывать вперед, не спешим. Пока что коллектив THM на наших экранах тоже приезжает и, возможно, зайдут в спину колдам, в частности. Все возможно, а пока Вибави, к сожалению, мы потеряли. С вами Леопард прекрасно понимает, что рядышком с ними находится 16-я команда THM и также подходят на эту позицию. Рос, Крейзи, Вита и Наба против Миракла одного будут вести перестрелку, но МР может отвлечь их внимание. И далее Кайта выходит на выгодную для себя позицию. Ты посмотри с хайграунда, какой вижен открывается на 10-ю команду. Есть вижен, но самое главное, у нас сейчас прок-зоны и блудлайны вместе с фрагами. Так, не вижу сейчас на маленькой карте. Нет, я извиняюсь, там фраги, да. Там фраги, это не блудлайны, они оказались, значит, немного в другой стороне. Красота, говорят фраги. А далее Эйзи работает по команде под номером 10, докторов все-таки много отправляет пуны. Прямо сейчас нужно 12-й команде спускаться с этого хайграунда и продолжать давить 10-й коллектив. Но почему-то они теряют эминги, этого не делают, закидывают каешку от Эйзи. Это опасно, и ты не попадешь на таком расстоянии, дружище. Оводы с панами просто сейчас чилят в соседних кемпах, прокидываются хаешки на всякий случай, но никто не решается выходить на добивание доктора. Кстати, он вчера прям оказал медицинскую поддержку нескольким тиммейтам. Ребята прям почувствовали, насколько он хороший врач. Многоговорящий никнейм у него, конечно. А далее Яла закидывают дополнительные хаешки в сторону пунов, но пока безуспешно. Пролорд и Мартеза по правую сторону идут на сближение. Хеч тем временем выпадает из своего же транспортного средства. Крейзи на прицеле держит 10-й коллектив, и Яла все еще на хайграунде. Где располагается и Джуна с составом ТФов заходят на эту же позицию. Хорошо у нас располагается коллектив Ява и Спорт. Будем смотреть, как будут оборонять они тот самый хайграунд, ради которого они сейчас теряют очень много времени для того, чтобы занять более топовую позицию. Уже урон по ним мы наблюдаем. Мосс отлетает, а это Гонза с СКС-очки. Потрясающая работа. Канина Пауэр наконец-то появляется в нашем килл-чате. Тем временем у мэров с командой Пун большие проблемы. Эйзи на прицеле держит Крейзи. Половина хитпоинтов минус и Наба должен на подсейве сейчас отработать в случае нока, но пока ничего подобного. И Садат проводит очень опасную ротацию. Далее Вимоса мы только что потеряли. Гонза ВСС получает по голове от Лорда. Пауэрфилд закрывает Бойку. Очень неприятно. Во-первых, у нас Моса нокнул как раз-таки Гонза, но добили ребята из другой команды. И тут же он также отлетает у нас нока. А мы знаем, что они уже остались у нас без равнения. А Рос у нас добирается до Питерсвитера. Ну и Наба сразу забирает у нас команда Садата. Команда Next Congenials пострадала прямо сейчас. Эзи все еще работает по 20-му составу. И Биваву добивает, точнее, много отправляет этот Дейсева. На нас Леопардом будут вести пересылку 1 на 1. Бабу мы
только что потеряли Буджа. Опасную ротацию в сторону команды под номером 11 проводит Садата. Также убивает игровая зона. Кейс закрывает эту локу и выходит один на один с Анасом. Все-таки выигрывает эту перестрелку и заканчивает файт. Ну что ж, безжалостная зона двигается. Взрыв. Эйзи у нас взрывает транспорт. Сразу же добивает нас и отправляется в следующий круг. Ребята идут вперед. Леопард забирает у нас еще одно. Представитель, по-моему, это Анас от Лео Рос. У нас добирается до Малова и Никсы, к сожалению, в Ноке. Превосходные результаты Дарья Эйзи в опене находятся сейчас. Враг Фриком все-таки потеряли, ребята, с вами. Яла по Леопарду тем временем работает. Команда под номером 19 принимает файт. Пауэрфилдом один на обиду Пролорда. Лукит Пойн, но он все-таки справляется с поставленной задачей. МР также вылетает. М249 игровая зона по кетчу работает. Это минус Панишер. Да, отличная работа. Пролорд показал умение, держать хладнокровие. Не пошел, не пожадничал. И сейчас посмотрим. Если бы не зона, я думаю, надел бы шорка. Ай, чувак, у нас, посмотри, собирается Джамас. Заходит с двух сторон. Бедный, бедный сейчас Пролорд. И, к сожалению, отлетает у нас. Но Мартеза приходит и прикрывает. HQ7 у нас отправился, к сожалению, в ног. Отличная игра. Мартеза использует медикаменты и все еще живет Пролорда. Мы также потеряли. All Team отправляется на 11-ю позицию. Игровая зона закрывает Мира, к сожалению. Кстон по Джамазу отработал в немного другой зоне. Логу мы также потеряли. Циктона игровая зона еще и Ворлда закрыла. Fast Pay Wild Cuts. На следующую позицию отправляется у нас эта 7-я зона. Давайте наблюдать за лучшими игроками на этом матче. Мартеза, живи. Здесь именно такой спортивный интерес. Поболеть за него до конца. Немного аж голос у меня подпросел в таким сражением. Ну что ж, друзья, мы отправляемся дальше. Вместе с прогрузкой игры у меня также восстанавливаются связки, потому что очень жаркий матч, и все еще впереди. Ну и смотри, Headquarters-то 5 киллов набрали, но при этом остаются в соло. Ну что ж, посмотрим, что будет ожидать наши коллективы дальше. Тем временем 19 человек живых и 8 команд на карте. Опять же, дымы от состава TF-ов позволят им провести опасную ротацию команде Next Congenials, где в упоре находится Yala AZ, немного правее Кайта. Далее Outplays, Гонзо vs. Акстером будут вести перестрелку. 4 на 4 файт, ну наконец-то. 3 в 4. Вот это и есть тот самый неприятный моментик. Но, тем не менее, кто это? Это Канина Пауэр. Сейчас ребята будут зажигать. А вот пока что Мартеза минус Пауэрфул забирает 8-ю строчку. Отдают, говорят, ребята, получите, распишитесь. Я туда не хочу в соло, но не сдаюсь. Но пока что фраги. Посмотри, ребята у нас теряют позиционочку аутплея. Сейчас нужно забирать, ребята, втроем. Главное не попасть на хаешку и выйти максимально грамотно против одного тиммейта, который находится на втором этаже. Все, ребята знают из Канина Пауэр, что аутплей находится здесь. Акзер закидывается, отпрыгивает. По-моему, сейчас хаешку в аутплей, но он не двигается и не дает возможности ребятам из Канина Пауэр зайти. Блэквайт тем временем сжигает и форса, отправляется на 7-ю позицию. Игровая зона пока это работает. Блэквайта все-таки сожгли у нас. И Блэквайт откидывает хаешку по фраг лорду. Будет перестрелка с Канина Пауэр. Неужели ребята потеряют тайминги? По-прежнему у нас живет Мартез. Ты посмотри, за стеночкой тоже у нас сближается. И Yala Esports забирает еще один нокал. Квейм вообще ничего не боится, не делает поспешных выходов. И вот через маленькое окошко, несмотря на раму, которая пересекает этот маленький проем, он все-таки принимает решение выскочить в это окно, убежать. Но самое главное, что ребята выиграли тайминги. Black White снова с нами и опять он наступает, но уже на зону. Да, игровая зона, к сожалению, никого не чинит. Тем временем Багзеру работает Фрикс. Перила контролирует очень даже неплохо. Тем временем Crazy DHM off. Отправляется много Джеки и работает по Yala Эйзи. Yala Esports на 6-ю позицию. Welcome. Акзер использует медикаменты, все, которые только возможно. И сейчас фрагами будет очень опасная перестрелка, ведь зона уходит от них. 20-я команда тем временем принимает вас с 19-м коллективом уже в зоне. Жестко, жестко. Ребята сейчас вдвоем двигаются. Смоков, я надеюсь, у них предостаточно. Им нужно идти, проходить длинную дистанцию. Но здесь ребята не прощают. И посмотри, кто у нас добирается. Фрик добирается у нас до Гонзы. Ну и вся надежда лишь на Акзера. И здесь ребята у нас сразу же, несмотря на зону, идут на добивание. 2 ПТС, это вам не шутка, особенно после такой таблички. Как же не повезло сейчас Канине Пауэр с местоположением. Неужели заревайвит Гонза сейчас за 2, потому что будет отработать по Акзеру. Отличная игра. Аутплей все-таки может не справиться с поставленной задачей. Но Акзера все-таки много отправляет у Гонза Лу хитпоинт. И Аутплей выигрывает Канину Пауэр. Там зона мешает, шансов не было. Даже если тебя подняли, просто выжить невозможно. Но тем не менее, друзья, в топ-2 у нас Next Congenial. Solution Team Amber летает на 103-ю строчку. Какой же красавчик все-таки Мартеза. Мало того, что настрелял, так еще и ПТС-ок завез домой. Просто превосходный финал этого викенди. Фраги выживают вчетвером. Next Congenials все-таки могут сейчас выйти на первую позицию, но они находятся в численном меньшинстве. Жакей Малой, Питер Свитер, ребята, удачи вам в этом сражении. Аутплей двигается вперед, ребят, 6 киллов. И посмотри, все-таки они находятся все еще вчетвером и лутают розовый аэродропчик. Ну а пока что, ребята, не теряют тайминг, двигаются Джеки, потрясающая работа, это минус Рауф. Да, ребятки, продолжается зажим. Джакея все-таки много отправляет СМК-14. Аутплей работает на автоматическом режиме. Джакея уже не поднять, к сожалению. Роу также получает ног на Малой, работает по лорду. У Малого имеется возможность затащить эту перестрелку, если аутплей все-таки не успеет заревайвить своего противника. Малого тем временем грудит по левую сторону. Питер Свитер уже готов к этому моменту. И Малой пытается найти своих оппонентов на прицеле, но пока ничего не получается. Хотя бы на лорде заработает ПТС. Не просто аутплей у нас залутал фул Т3, аирдроп плюс маскалат.
плюс МКшечка, поэтому сейчас будет очень опасным соперник, особенно в ближней дистанции, переключит стопудово на автоматическую стрельбу. Ну а Питер Свитер уже занял выгодную позицию, ребята двигаются 2 в 2, нужно что-то предпринять. Нету хаеши для того, чтобы добить нокнутого представителя, но здесь ребята уже не торопятся, будут пытаться отыграть в стиле Витамина, когда он 1 в 4 развалил команду Авермеди. Ну а пока что, друзья, мы возвращаемся с Маки, и вроде бы как Молотов, да, был смог пробросить? Хаешка попытался затаймить Питер Свитер, а нет, он попытался сбить ревайв команде фрагов. А, это машина горит, попытался. Эта машина горит в смоках, я уже думал, что Молотов прокинули малому, и я думаю, не дай бог, не двигайся, как говорится, в правую сторону. Но здесь он спокойненько обходит, но Фрик уже в режиме чекиста спрятался, на прыжке выходит, попадает Питер Свитер, но не добивать, тем не менее... Еще один нок снова. Ребят находятся вдвоем. Фрики проморгали. Точнее, не фрик, а фраг фрик проморгал этот выход Питера Свитера. 2 в 2. Начинается перестрелка. Питер Свитер выходит в опенфилд. Целу хитпоинтами, к сожалению, но КС отыгрывается. Зона. 1-3. Здесь шансов нету. Фраги большие молодцы. Забирают этот жаркий топ-1 себе. Ну а Nice Gun, Genial Solution, тем не менее, на респекте врываются на вторую строчку и забирают 12 ПТС плюс киллы. Ну, слушай, возможно, ребята все-таки заберут первую строчку в общей таблице благодаря нанесенному дамагу и киллам. Вот, и, по-моему, в моем предикшене все-таки конгенился были на первой строчке. Возможно, сейчас это и сбудется. Да, пока медик у нас украл, как говорится, Мирамар, мы получили не менее потрясающую карту Викенди, где такая атмосфера создалась, что страшно представить, как ребята будут, в принципе, выступать дальше. Помимо фаворитов и чемпионов вчерашнего дня, хоть и в рамках двух матчей, тем не менее, очень круто сейчас ворвался Мартеза после коллектива Nice Gun Genial Solution. Наверное, ему максимальный респект. Парень в одного сделал всю работу. Да. По всем фронтам. Вначале он, в принципе, сделал первый нок своей команде, нокнул того самого Бази, дал возможность ребятам расхиляться неоднократно, но тем не менее, он взял и дожал результат, отработал просто на 5 плюсом. Ну, я думаю, это как раз-таки тот игрок, которого мы сейчас увидим в MVP матча. Команда Канина Пауэр. Немного не повезло, опять же, с позиционкой. Зона дожимала ребят. На ревайве пытались как-то вывозить. И все-таки Гонза даже успел поднять своего союзника, но не дожали. Да, здесь зона очень сильно пошла не на пользу как и Канине Пауэр, так и коллективу Найксов. В принципе, мы видели, что ребята двигались от нее. Ну а фраги, мало того, что находились в центре, но опять же, они сами это заслужили, это их проделанная работа, вытесняли всех оппонентов. Еще и аирдропчик, кстати, поспел, и здесь уже фрик его быстренько залутал, фул Т3, аутплей вышел и потрясающе справился. Возможно, именно из-за этого ребята и взяли топ-1, потому что в опенфилде ребята не перестали стреляли своего оппонента. Ну что ж, такое иногда случается, и можем поздравить Nice Gun Genial с замечательным топ-2. Да, уже я вижу краем глаза нашего Гринча-похитителя Мирамара. Он уже готовится к выходу, ну а мы пока что наблюдаем за таблицей. Итак, друзья, фраг машин на первой строчке. 23 ПТС, 8 киллов и 15 очков за плейсмент. Абсолютно заслуженно забирают первую строчку. Ну и Тимамбра, 21 ПТС с 11 киллами. Потрясающий результат. Подтверждает, что они именно за счет киллпоинтов обгоняют Найксов. А вот это было неожиданно, потому что я думал, что ребята как раз таки все-таки смогут подняться повыше, но нет. Третья строчка для Nice Gun Genial. 19 ПТС, 7 киллов и 12 очков за плейсмент. Канина Пауэр, 4 строчка, 4 килла, 12 ПТС. Также хороший результат с учетом новой измененной таблицы, где топ-1 это всего лишь 15 ПТС. Пятая строчка Yellow Esports, 8 ПТС. Bloodline находится на 8 позиции, а далее The Force. 4 ПТС, 2 килла, 2 очка за плейсмент. Отлично. Ну и тут мы опять же напоминаем нашему зрителю, что сейчас играли команды из двух групп. И еще сейчас у нас на третьем матче будет снова замена. Снова мы увидим Na'Vi и много чего еще интересного. Ну а пока что здесь мы не замечаем. В принципе, у нас только две команды из СНГ. Они находятся в первой восьмерке, и это главное. Причем занимают третью и четвертую строчку. Что может быть лучше? Очень даже неплохо, и у СНГ составов сейчас имеется хорошее будущее, и они заложили, так сказать, фундамент для дальнейших двух матчей. Напрягаться придется немножечко поменьше, но отдельным составом придется попотеть. Да, я вот так сейчас вздыхаю, понимаю, что ребята выступают потрясающе. Они, в принципе, обеспечивают себе проход в финальную стадию, да, где будут сражаться на 16 коллективов, огромные призовые. Но вот, тем не менее, после позитивных моментов сразу же приходит один такой очень важный факт, что только 3 слота для прохода в следующую стадию на стадию мировой лиги. И при такой конкуренции, которую показывает Team Umbra, коллектив WoW и еще ряд команд из Турции и
региона Европа, ты понимаешь, что кто-то не проскочит, потому что от СНГ целых 5 команд, друзья, 5, и это только от СНГ. На 3 слота, где еще предстоит разобраться с очень сильными соперниками, как показывает данный этап. И я не знаю, вот сколько слотов мы отдадим из этих 3. Один максимум, а вообще нужно ни одного. Да, это было бы круто, и мы уже не раз говорили с тобой о том, что уровень игры всех игроков на таких мероприятиях возрос, если не в 2, то в 3 раза, и соперничать становится с каждым ивентом все сложнее и сложнее. Эти коллективы все прекрасно понимают и стараются держаться на плаву, но у них это получается, я за них рад. Да. Ну и вот потеряли в самом начале, повторяют нам смерть PRZ, его не хватило. Я думаю, что если бы выжил бы PRZ, то они с Мортезой могли бы побороться и за топ-1 в частности. Но вот опять же, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи и другие, как говорится, пословицы сейчас можно перечислять. Вот, пока наблюдаем то, что мы видим. Хороший старт, очень жаркий был центр зоны на викенде. Минимум 5-6 коллективов находились, сражались очень долго. Здесь выход был Канина Пауэр. Неприятное добивание Рабдини, но тем не менее ребята очень быстро отомстили и показали силу Канины Пауэр. Да, ну Рабдини немножечко не доиграл в этом моменте, однако ему простительно с учетом его предыдущих достижений. Я думаю, он может себе это позволить. А пока за составом Мамбру поглядим, как они хорошо отбивались от напасти своих оппонентов. И Виндекс, по-моему, зарешал здесь абсолютно весь файт. Ну, по крайней мере, его окончание. Да, здесь потрясающе, в принципе, ребята справились. Еще раз мы видели характер этой команды, так же, как и Bloodline. Но что сделаешь, когда Мортезе на калаше без коллиматорного прицела просто с мушки вышел и показал, как он умеет обращаться, в том числе с оружием и на пятерочках. Да, большие молодцы. Ну и, конечно же, команда Лов хотелось бы похвалить. Превосходное участие в файтах было, по-моему, каждый раз у них, но вот с Ялой немножечко не повезло и не затащили. Да. Ну, здесь этот коллектив мы видели, по-моему, один раз за всю трансляцию. В принципе, наверное, в момент перед тем, как они отправились у нас в лобби. Со всем уважением к команде, но вот эфирного времени они не получили. В отличие от коллектива Canina Power и Frag Machines. Да, здесь вопросов никаких не имеем. За исключением, наверное, первой мапы, когда эфирного времени нашим коллективам было недостаточно. Но сейчас вроде бы как спекты примерно начали понимать, что нужно показывать. И вот решающий последний файт. Команда Next Congenials, который дал им возможность находиться на 3-й строчке по итогам турнирной таблицы. Да, Малой также с Питером Свитером потрясающе справились. Дважды оставили команду в, так скажем, равном количестве. Хоть они и выступали 3 в 2, но тем не менее Фрик ползал и давал больше информации, чем мешал. И здесь как раз-таки четвертым игроком в команде Frag Machines оказалась зона, которая подперла Малого и Питера Свитера. И ребята, к сожалению, заняли даже 3-ю строчку по общему зачету ПТС. Но тем не менее в рамках матча они заняли 2-ю потрясающую строчку. Ребята продолжают удивлять и демонстрировать, что выходы и успешные выступления именно в СНГ-регионе — это не случайность. Они могут делать это на стабильной основе. Ну, слушай, однако, команда Next Congenials с самого начала находилась в центральной позиции зоны. У них были максимальные ротации, и они очень выгодно расположились на второй карте. Немного не доиграли в самом конце, но, в общем-то, по целой мапе могу сказать одно, что они заслужили свое место. А вот это уже неожиданно. Ты посмотри, 11 киллов сделал у нас коллектив Team Umbra и вырвались на первую строчку. Непривычно, но зато как заслуженно они это сделали. На втором месте у нас как раз-таки Next Congenials Solution. Канина Пауэр недалеко у нас сошли с 4 киллами, пробили отметочку в 1000 дэмэджа. Очень круто, что команда Headquarters сейчас подтянула. 1454 дэмэджа нанесенного имеют и 5 киллов, что говорит о том, что ребята не хотят находиться на последних строчках и быть в числе аутсайдеров этого турнира. За это ребятам огромный респект. Стараться всегда нужно, вне зависимости от того, какую строчку вы занимаете в данный момент. Да, потрясающая работа, заявка сделана. Будем смотреть за противостояниями уже в 3-м матче. Группа сейчас перемешается. Возможно, еще один коллектив вновь выйдет, который мы сейчас наблюдали. Нужно смотреть за этим изменением групп, потому что когда это происходит так быстро и в прямом эфире, сориентироваться, ну, параллельно подавая информацию нашему зрителю, не так просто, друзья. Поэтому посмотрим. Я надеюсь, что мы сейчас увидим хорошее закрепление от одних из составов, которые порадовали нас сейчас на викенде. Я дожидаюсь списочка с MVP этого матча.
матч, потому что думаю, что Мартеза там будет на 100%, а вот кто еще туда залетит, это под вопросом. Состав Амбра 2100 дэмэджа нанесла, да, чуть больше даже. И вот я думаю, что кто-то из этого коллективчика должен туда попасть. Серега! Ну, он был хорошим разведчиком, скажем честно, залез на крышу и подсказывал Мартеза: туда стреляй! И он такой справился со своей задачей, поэтому Сережа больше работал вторым штурманом у Мартеза, ну и тот отработал просто на 5 с плюсом, поэтому мне кажется, что Сережа уступил место своему тиммейту и ни в коем случае не расстраивается, потому что самое главное — это движение команды вверх по таблице. Пам-пам-пам-пам, Серега, молодец. Да. Наводчик не был контужен, и все хорошо было отработано. Но... Да, в отличие от моего сокастера. Очень даже приятно. В общем-то, не переживайте, у него небольшие проблемы с головой. Не у сокастера Романа. Как он умеет сам про себя четко рассказать. Потрясающе, потрясающе. Мартеза 1281 нанесенный поинт именно по урону. И это в соло. Не все команды на протяжении нескольких матчей преодолевают эту цифру. 6 киллов, 4 ассиста. Отлично. Ну и, наконец-то, от состава Яла мы можем наблюдать одного из игроков. Это Эйзи. 962 дэмэджа, 4 килла, 0 ассистов. И пробовал на этой карте целых почти 25 минут. Ну и сразу же Малой вместе с Джеки из Найксов у нас врываются. И отлично. Отлично и приятно вписываются в атмосферку этих четырех сильнейших игроков на карте Викенди. Ну, хотя бы одного из игроков коллективов СНГ мы можем наблюдать в топ-плеерсах. И это... всех, наверное, обрадует, друзья, а мы дожидаемся следующих результатов и табличек. Ты сказал одного? Одного, да. Почему одного? Джеки из Найксов. Я про него и подумал. А Малой? Рядом с ним стоял. А Малой? Извините, два рядом. Игрока одной команды, одного коллектива. Я это имел в виду. Отмазываться не буду, ладно. Просто не увидел второго тиммейта. Потрясающая работа. Ребята, молодцы. Еще раз говорим, за вами приятно смотреть, за тем, как вы неожиданно ворвались на, так скажем, мировую уже про-сцену. Давно вас там не хватало, потому что первый раз они заявили о себе именно нашем любимом с тобой турнире, CIS-челленджере, где ребята просто дебютировали. А на Hunger Games? Чуть не тот формат. Но, однако, ТДМ-очки они играли очень даже неплохо и выступали прямо на уровне. Топовые коллективы не могли с ними справиться. Угу. Да, ну, почти. Был там один момент, да, отсидочки, так сказать. Но... Да, нет. Ладно, не будем сейчас уходить в прошлое и как-то разбирать таблицу, потому что у нас подъехали общие результаты после двух матчей. Итак, World of Wonders на первой строчке, 70 ПТС, 33 килла и 37 очков за плейсмент. Один винер-винер, чикен-динер по итогам трех матчей превосходно. Да. По киллам у нас по-прежнему идет одинаковая атмосферочка, но что здесь еще интересного? Team Umbra у нас поднимается на пятую строчку. Всех команд мы перечислить не сможем быстро по основным хайлайтам. 44 ПТС ребята набирают и приближаются до первой тройки очень недалеко. Седьмая строчка 12-18, и это 34 ПТС, и сразу же их поджимают. Кто, Никита? Next Congenial с 31 ПТС, 12 киллов и 19 очков за плейсмент. Наконец-то на девятой позиции мы можем видеть команду Альянсов. 29 киллов, 12 очков на киллах, 17 очков за плейсмент, ну а далее. Важно добавить, Никита, что сейчас ребята Alliance у нас отдыхали, а значит 29 ПТС, отставание буквально в 5 баллов от ближайших конкурентов, и скачок сразу на несколько строчек будет прямо сейчас, возможно, в третьем матче, и это безумно круто. Ну, я надеюсь, что нас не будут их оставлять на четвертом, хотя какая разница, будет Cold Star и Medic, но тем не менее, ребята молодцы, я думаю, что минимум 5 очков они сейчас наберут, а то и 25, и сразу же ворвутся в первую троечку. Ну, а далее за ними шли состав Канины Power, их мы также поздравляем с 10-й позиции по итогам первого матча, далее Unicorns of Love на 22-й позиции и 25-й, 32-й строчке. Да, и несмотря на то, что сейчас часть коллективов из СНГ у нас отдыхали, они по-прежнему все находятся в первых двух таблицах. И это очень круто. Большое вам спасибо, коллективы из нашего региона. Очень круто наблюдать в первой десятке такое большое количество СНГ составов. Парни, видно, что постарались, поработали и не теряли время зря. Благодаря этому их фан-база сейчас может наблюдать за вот такой вот великолепной игрой. Да, друзья, ну вот так вот у нас очень быстро пролетели два жарких матча и Рангели Викенди, но а мы
мы с Никитой вынуждены с вами на этом моменте попрощаться и передать слово после небольшого перерыва нашим коллегам Никите Колдстару и... конечно же, Алексею Медику. До новых встреч, друзья! Жаркого вам продолжения! Принимаем пост комментаторов, дорогие дамы и господа. Врываемся. Продолжение замечательного турнира EMEA, где играют и наши СНГ-коллективы, и команды с Европы и Ближнего Востока. Вторые две партии для вас прокомментируют я, Ник Колдстар, и, конечно же, мой замечательный коллега Алексей Медик. Привет, Леш. Привет, Никит. Ну что, первые две игры состоялись. Нам достается мой любимый Мирамар и заключительный Рангель. В общем-то, в любом случае, на хорошей ноте мы должны заканчивать сегодняшний день, дорогие друзья. Да, немножко снизим градус рэпа в нашей студии, чуть-чуть слегка. Вот. Тем не менее, очень интересно будет понаблюдать за тем, как будут выступать классные коллективы, тем более у нас, получается, группы А и Б на Мирамаре и группы С и Д на Ирангеле. Да, все если... просто. У нас получается, что Нави, Найксы и, соответственно, Альянсы играют в заключительный Ирангель из СНГ-коллективов, а Канина Пауэр и... 12-18 должны выступить сейчас в группах А и Б, соответственно, на Мирамаре. Давайте еще на всякий случай посмотрим расписание, если можем его посмотреть. Вот. Но я думаю, что если можем, то круто, если не можем, то ничего страшного. Вот. И мы так на словах можем вам рассказать, что к чему. По поводу, естественно, катки, которая будет только вот прямо сейчас Мирамарчика, да, с группами А и Б, ребята из World of Wonders, та самая турецкая команда WoW, они красавчики. Прям жестко. Щемят, жмут, не прощают. Не могу с тобой не согласиться, но при этом в целом ты еще делал ставки на еще один турецкий коллектив. Ну не то что ставки, ты говорил, что они мощные. Wildcats. Стамбул Wildcats. Да. Честно сказать, меня они пока не впечатлили своей игрой и... наверное, пусть так и остается, по крайней мере, больше шансов для наших СНГ-коллективов. Ну а в целом пока хороший старт, давай скажем, что уже 6 игр прошло, и хороший старт берут наши команды, есть куда, конечно, двигаться дальше, но тем не менее. Показывают нам лучших игроков по количеству убийств, сделанных на турнире. Сон HP из World of Wonders находится на первом месте, следом Тигзи, наш Тигзи из НАТО Свинцера. Да? Чуть-чуть заступает, но не сильно. Зесси идет следом на третьей строчке. Ну и мы давай обратим внимание на пятую позицию. Это Пролорд из Team Amber. Он вот так врывается по-жесткому, да, возвращается в команду и тут же дает результат. Мы с тобой в первом дне гадали, выйдет ли он или нет после перерыва. Но в итоге он выходит и показывает феноменальный результат по возвращению. 1340 дамага. Мартеза из Team Amber идет также близко на шестой позиции. Ну и Олдбой на седьмой строчке. 1304 дамага. У Тигзи 7 хедшотов за игру, ну, за все матчи, получается, из 12 киллов, то очень крутой результат. Никто не может похвастаться даже близко чем-то подобным, да, у Пролорда вообще по нулям. У Сон HP 4 хедшота, но в любом случае Тигзи пока демонстрирует себя с суперкрутой стороны, да вообще на то Свинсера очень радует на этом турнире. Пока что Нави это действительно та команда, которая готова претендовать на чемпионство на EMEA в первую очередь. Ну и отметим Олдыча, у которого достаточно такой сбалансированная статистика, да, то есть 7 убийств, 6 ноков, ну, в принципе, плюс-минус сколько нокнул, столько и настрелял.
Да, поэтому тут Олдыч, понятно, что и Тигзи, наверное, главная движущая сила своего состава. Понятно, что Мейк и Матик тоже сильные ребята, они не уступают вообще ни в коем случае по навыкам, по скиллу, и в команду вписываются отлично. Вот вопрос только в том, насколько Натус Винсера будут дальше себя уверенно чувствовать. Да? Понятно, сейчас игроки могут быть, с одной стороны, на хайпе, да, их подписала такая крупная организация, в то же время это... В принципе, сильная стандартная форма для такого уровня коллектива. Вопрос в том, смогут ли они сохранять эту форму на протяжении всего турнира, и когда мы уже увидим финальную часть, да, когда останутся лучше 16 команд, все-таки коллектив Na'Vi сможет закрепиться и уверенно взять чемпионство. Вот это вопрос. Ну, сбалансированная система турнира, имея лиг, позволит нам в динамике посмотреть в долгую эту команду, как и другие, опять же, коллективы. Пока что, еще раз, мы видим по результатам вторую строчку за Na'Vi по... общему итоговому рейтингу, в принципе, достойный результат. Понятно, что есть куда двигаться, там отставание 12 очков, насколько я помню, составляет. Но, опять же, тем не менее, одна игра буквально может сейчас поднять команду на первую строчку, и, соответственно, это будет у нас последний рангель, когда Na'Vi выйдут. Могут на мажорной ноте закончить второй день? Вполне, да почему бы и нет. Хотелось бы увидеть красивую игру, но не только от Natus Winsor, но и от остальных СНГ-коллективов. И сегодня, вот только что буквально, очень достойная игра была и от Найксов, и от Канины Пауэр. Хорошо они там развалили сквад Снейков, да, там вначале неплохой пуш был. То есть достойная игра всех СНГ-команд, как, в принципе, мы и прогнозировали. В рамках Европа, Ближний Восток, Северная Африка, да, вот эти регионы, здесь СНГ занимают лидирующие строчки, опять же, на мой взгляд, да, Турция тоже близко, но вот Турция и СНГ, наверное, главные фавориты. Все остальные регионы, они вот пытаются затянуться, даже Европа, хотя, казалось бы, целая Европа, по идее, команды должны быть очень сильными, но пока далеко не всегда удается блистать. Найкс вообще это так, команда, за которую я больше всего переживаю. Я ни в коем случае не хочу сказать, что они самые слабые, но они менее опытные, чем остальные составы из наших СНГ-коллективов, поэтому они требуются, дорогие зрители, в дополнительной поддержке вашей. Не забывайте поддерживать также этот коллектив. Все-таки и Канина Пауэр, да, и Na'Vi, по крайней мере, игроки, которые сейчас играют в Na'Vi, все эти команды так или иначе играли какие-то крупные, да, события у нас на турнирные. А Na'Vi были обделены такой возможностью. Вот. Сейчас у них есть в полной мере шанс себя показать. Очень хорошо, что мы играем такую длинную дистанцию, потому что мы, помнишь, видели вчера провал на Мирамаре, такое разочарование. Да, да. Мы как раз с тобой комментировали эту игру, и Na'Vi даже не попали, по сути, на трансляцию, на спектатор-мод, потому что ловили поздние тайминги, их боролись с зоной, их воевали за зоной и так далее, и достаточно их там быстро прикрыли. Слабый был результат, но сейчас мы видим, что команда, мне кажется, раскрепощается, знаешь, входит в этот график, и пожелаем им успехов. Пожелаем успехов, дорогие друзья, удачи всем коллективам, которые будут прямо сейчас играть. Мы готовы смотреть разлеточку. Погнали! Поехали, Мирамарчик, самолет уже запущен, раскручиваться времени у нас не было, и смотрим на разлетку с Торре Ахумада в сторону Лос-Хигас. Следует наш самолет Чумасера Пикада, Пауэр Грид, Сан-Мартин, Хасьенда Дель Патрон, Уотер Тритмент находятся прямиком под траекторией самолета. Ну и такие крупные города, как Лос-Леонес, Монте-Нуэво, также Слакабреро являются в зоне прямого доступа коллективов. В Крус-де-Вале тоже можно полететь. Крус-де-Вале, кстати, спот Найксов, который занимает состав Роялов. И, наверное, хорошо, что Na'Vi играют у нас именно последние рангели и сейчас не пересекаются ни с кем. Ну и как бы, да, на ранних таймингах не файтятся, не делят этот кемп с Роялами. Роялы мы, кстати, видим для подстраховки, падают и в Торре Ахумаду, и в Крус-де-Вале разделяются. Потом у нас идет провал, Сан-Мартин остается просто вне интересов команд. Такая достаточно, да, необычная ситуация. Это, кстати, необычная и интересная ситуация. Команды, скорее всего, определят этот момент и могут воспользоваться этим и вообще сделать какую-то ротацию, да, свичнуться быстренько в Сан-Мартин и подлутать, потому что город все-таки приятный с точки зрения вкусности, которая там есть. Но Сан-Мартин топовый, потому что он обычно остается в первой зоне, и мы видим зону, несмотря на то, что резко шифтует в сторону Импалы, Лос-Леонеса и Майнес Дженералес Джанкьярд, все равно кусочек как раз Сан-Мартина по-прежнему в первой зоне, как и Пикада, где расположилась команда
Канина Пауэр. Команда, которая стоит последить, да, 12-18, естественно, 10 номер, плюс в World of Wonders 12 номер. Это команда, которая тоже заслуживает большого внимания. Ну, естественно, Канина Пауэр, наши ребята, 17 номер, сейчас будут как раз-таки с вайпсами рубиться, возможно. Да, тут могут быть неприятности. Сразу три коллектива оказались на Пикадо, 13-й, 15-й и 17-й. Один из них представители СНГ-сообщества, Канина Пауэр. Давайте поддержим наших ребят. Рабдини Акзер и Гонза с Блэк Уайтом берут краешек города. Они не стали падать прямиком на арену. На арене расположились у нас вайпс. Ну и Блейзы здесь также лутаются неподалеку от казино. Опасный старт, потому что, как всегда, когда три команды, ты рискуешь оказаться между двух огней, то есть лишние какие-то телодвижения не хочешь делать. Да, убегать тоже немножко опасно, потому что могут в спину настрелять, если вовремя выловят тайминг оппонента. И поэтому опасно будет Канине Пауэр здесь какие-то резкие движения делать, поэтому отсиживаются, пока ждут момента, ждут экшена. Нам показали позицию Канины Пауэр, там, конечно же, очень малое количество кемпов с их стороны дороги. По сути, перебежать, запушить возможности нет, потому что мы видим, что вайпс сейчас активно тоже чекают, да, все стороны, со стороны арены. Уехать тоже такой возможности, такой опции пока нет у игроков. Машина одна всегда припаркована и спаунится как раз вот с этой стороны, с угла арены. Ну и дальше там на перекрестке у дороги Сан-Мартино тоже по опену туда, в принципе, не пробежать. Поэтому, я думаю, Канина Пауэр будет выжидать, пока вайпсы сдвинутся немножко вглубь города и освободят, соответственно, пространство под наших игроков. Тут, ну, остается просто ждать, скажем так. Да. Довольно опасная стычка на Пикадо. Как бы она не закончилась потерями игроков до Канины Пауэр, да, может быть, даже они будут победителями, но мы уже видели в прошлой карте, как Канины Пауэр могут даже в меньшинстве достигать хороших результатов. Конечно. Но... А пока вот изучим, посмотрим, у нас как раз есть такая возможность, нам переключаются на каждого из игрока, показывая, каким лутом обладают ребята, и мы видим, что речь там о третьих шлемах или броне, естественно, нет, у некоторых вообще не нашлось брони, но, слава богу, там по девайсам что-то есть у ребят, калаш у Black White мы видели, то есть, в принципе... Первоначальный бой какой-то проводить, подлавливать вайпс они могут, а вот речи о том, чтобы идти самим в наступление, наверное, пока что нет. Да, это слишком будет опасно. Видим, что команда вайпс достаточно сильно заряжена. Да, эскорелька есть, второй шлем броник. Правда, медикаментов вообще нету. То есть ничего, ни боликов, ни энергетиков, ни аптечек, ни бинтов. Вообще пустой Азраил. Вопрос, что по остальным игрокам Vibes. Мы, кстати, уже, по-моему, видели несколько стычек коллектива Vibes с нашими СНГ-ребятами. Не уверен, что именно с Канины Пауэр, но пара моментов таких было. Вот, тем не менее, у Канины Пауэр ситуация не лучше. Сейчас, благо, есть медикаменты, есть, как ты уже сказал, да, девайсы, скорелька здесь, калаш, как ты сказал, тоже Блэк Уайта. Так что, в принципе, бой принять можно вообще спокойно. Но тяжеловато будет, благо Пикадо в зоне находится и можно не спешить. Сейчас вот интересно будет посмотреть вайпс. Мы видим, три игрока находятся непосредственно на арене. Один у нас был как их правильно назвать, общаги их называют, ну по-разному, да? Два этих домика стоящих, апельсинки их еще называют. В общем-то, возможно, все-таки потенциально есть вариант сдвинуться туда команде и не задерживать Канину Пауэр. Ну и давай уйдем на Unicorns of Лавы 69-х. Да, тут сразу пошла стрельба от Покуса. Пытается снять одного. Зерт с другой стороны, кстати, не замечал его, как будто Покус. Только сейчас открыл спрей. Тем не менее, Зерт успевает забежать за холмик, в лоу-граунд уйти. И в итоге команда 69-х пока что держится. Сват 69 пытается уехать сейчас и Зерт, и N7R. Ох, какой больный спрей идет по игроку коллектива. Сват 69 падает с мотоцикла в ног. Зерт, и один фраг для себя минимум заработал коллектив Unicorns of Love. И второго тоже нокают. Минус два игрока. Сват 69. Вот тогда начало для 69-х крайне неприятное. И нам открывают карту, подсвечивают, где находятся остальные игроки 69-х. Это была ротация в сторону окружности зоны под Пикадо, и не получилось однозначно у 69-х здесь доехать до финальной своей точки. Сейчас они, конечно же, понесут потери. Unicorns of Love быстро разгружаются в упор у нокнутых игроков, чтобы оформить 2 очка для своей команды. Ох, бедные Сват 69-е. Вдвоем будет крайне трудно на первой же зоне продолжать эту партию, но
Что есть, то есть. Нужно играть от того, что имеется, пытаться на плейсмент выходить дальше. А здесь перестрелка пошла. Кудур минусует МКР, а интересно. Вот это приятные новости для СНГ комьюнити. Пошла заруба между Vibes и Blaze. Причем Blaze хотели уехать, в принципе, да, они не хотели оставаться. Они подгоняли Мираду под дымами. В итоге Vibes получили ног. Вынуждены были игроки спуститься как раз из арены. Там всего лишь один игрок сейчас, похоже, контролирует коллектив Канина Пауэр. Я надеюсь, что наши бравые ребята из Казахстана видели килчат и начнут наконец-то сдвигаться и пушить того сольника. Реймон это был. Да, Реймон сидит. Акзер уже раскручивает там по левому флангу относительно режима спектатора. Подключается Канина Пауэр. Посмотри, какая хаешка залетела хорошая. Как же четко сейчас прокинул игрок хаешку в окно. Да. Есть еще один ног. Еще одна хаешка полетела, но не попадет. Скорее всего, в МНКР Фрамар будут пытаться поднимать. Здесь выходит Азраил. Держит пока что позицию. За счет гранат осколочных могут сдержать соперников, но Блейзы пытаются наступать. Они хотят агрессивно действовать. Кстати, там тем временем Акзер в ноге находится. Посмотрим, сможет ли по Римону сыграть. Канина Пауэр заходит агрессивно. Римону ног ют. А с другой стороны простреливают. Очень больно. Азраил падает. Ног тоже. Очень много потерь сейчас могут понести коллектив. Как бедных же на руку. Вайпс. Никит, как же на руку сейчас, да, был такой мув Блейзов для Канины Пауэр. Ну, просто разгрузили наших ребят. Это отлично. Ребята грамотно еще и этим воспользовались. Они же могли продолжать дальше отсиживаться, не понимая, что происходит. Но опытные ребята, ну, просто сейчас вытаскивают все как надо. И Black White занимает топовую позицию со стороны арены. И уже наблюдает за файтом, происходящим в левой апельсинке. Возможно, туда можно тоже подключиться под эти два состава, когда они один или второй понесут. Несет потери. Ну, слушай, Фрамар все еще живой вместе с МНКР. Долго они держатся на последнем этаже. Они не хотят сдавать свою позицию. И Блейзы понимают, что пахнет жареным. Поэтому опасненько продвигаться вперед. Акзер с фланга будет обходить. Интересно, сейчас задумка от Канины Пауэр. Они, возможно, не хотят отпускать эти два коллектива с точки пикада. Поэтому будут доигрывать. Главное, чтобы Акзер не получил ног. Он очень далеко от команды. И что получается? Рабдини у нас занимает хорошую позицию на крыше. И тоже сейчас просматривает апельсинки. Если сейчас кто-то из Vibes пикнется в окно, я думаю, что получат сразу прострелы. Да, ждем. Так, кто-то себе там энергетики добывает из ребят. Приятный такой звук, да? Да. Добывают энергетики, все правильно делают ребята. Ну и что, у Акзера открывается перспектива сейчас, но на коллектив Blaze, но он еще хочет закрутить, похоже. Ищет более выгодную, лучшую позицию, и его замечает один из игроков Blaze'ов, и уже пошел спрей в сторону Акзера. Трон опасно, да. Тоже может с балкона по Акзеру поработать. Я надеюсь, что у Трона уже просто не осталось хаешек, можно же еще и хаешку прокинуть. У него нет, по-моему, хаешек, вопрос только в том, Акзер, если он покажется, есть ли у него информация о том, что Трон сидит на этом балконе. Если информации нет, то можно ненароком вылезти и получить пулю. Вот, ну, есть у него есть информация! И Акзер закидывает очень точную осколочную гранату прямо в Трона, и Фрамар идет пытаться поднять своего союзника. Я думаю, проблем особо не заставит, хотя есть еще одна хаешка прилетит. А там Молинг! Молинг! Горит Трон! Хорош! Трон догорает! Акзер красавчик! Как было здесь сыграно Акзером? Хорошая осколочная сразу же Молинг, и в итоге дожал игрока коллектива Blaze. Теперь Blaze в меньшинстве, они втроем, Вайпсы вдвоем все еще живут. И Канина Пауэр хочет доедать своих соперников. Вопрос, как им это сейчас сделать, потому что играют очень аккуратно теперь Блейзы. Очень аккуратно играют Блейзы, а вот Канина Пауэр греет там, прогревает уже двигатель Мирады. Похоже, будут сейчас сдвигаться ребята. Тут, понимаешь, тут вопрос зона. Ушла с пикада, и ты, не теряя таймингов, просто уезжаешь, заработав одну ПТС-ку, или все-таки рискуешь, принимаешь бой и выносишь эти два стака. Зона, кстати, пошла. Вторая, ну, слушай, мы видим, движется. Если ты заберешь суммарно уже два ПТС-а в копилке Канины Пауэр. Если еще 5 ПТС они условно забирают, то 7 ПТС можно и так-то не доходить до топ-1, учитывая систему изменения очков. Новая система 15 к 1 приносит, конечно же, новые мувы какие-то, новые тактики в игру от коллективов. Но мне очень приятно наблюдать за Каниной Пауэр. Вот видно, что это продуманная, да, какая-то игра. Это не просто передвижение и какой-то высокий индивидуальный скилл. Речь идет о хорошей, сбалансированной командной игре на нашего коллектива из Казахстана. Ну и мы видим мув сейчас от Гонза. Мираду подгоняет, сейвит. И ребята разгружаются в синей зоне. Все-таки будут пытаться подлавливать состав Блейзов.
Да, очень-очень сложно придется коллективу Vipes и Blaze, потому что уже Синька вовсю бьет. Куда бежать, что делать, совершенно непонятно. Тем более транспорта нету неподалеку. И, скорее всего, эти ребята, и Vipes, и Blaze, они просто обречены на поражение. Там есть еще на перекрестке, вот куда двигается Кудур по правому флангу из Блейзов, там есть еще один автомобиль. В принципе, он, да, вот он как раз и бежит именно по направлению к автомобилю, забирает его для подстраховки ребят. Или нет, нет, в соло поедет в зону, бросает своих. Блейзы вот так решили отыграть. Одного отправляют в зону на плейсмент, остальные остаются принимать бой в пикады. И обрати внимание, мы 12 минут в игре, и мы просто кроме коллектива Канины Пауэр не видели, ну и, соответственно, Блейзов, не видели остальных составов. А все почему? Потому что весь основной контент у нас был в Пикадо. Новая зона на экранах, как прокомментируешь, Никит? Я думаю, что сейчас для 12-18 очень хорошая позиция, вообще зона и позиция. Очень круто, спрайт по райсу можно легко смещаться на север и заходить в следующую зону. Мне кажется, ситуация потрясающая. Для 12-18 это отличный шанс взять эту партию. У World of Wonders тоже позиция неплохая. Они могут сейчас спокойно принять The Force, которые спускаются туда. И вопрос, как будут именно индивидуально разыгрывать эти два коллектива. Посмотрим. А мне очень хотелось бы, чтобы 69 Squad, оставшаяся двойка, приняла бы решение закручивать по низу. И как раз бы напоролась бы на 12-18, которые уже по таймингам ждали бы их... И ПТСки залутались. Ну, конечно, 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 Никит. Они были бы не лишними. И тут шансов очень много было бы у коллектива 12-18, потому что это та самая раздамаженная двойка оставшаяся. Смотрим мы за Капахалой. И Unicorns of Love снова пытаются делать у нас контент. Да, поэтому теряют одного игрока. Пока что только в ног, без смертей, но все может закончиться для них стремительно. На СРы. По ним ведется огонь, но пока ни к чему не приводит. Смещаются все команды к центру. Понятное дело, что плотность коллективов будет огромная в центре зоны. Ты обрати внимание, 59 человек, 16, все команды целы, 59 человек. И у нас уже идет, получается, третья, да, четвертая зона сейчас будет. Угу. Так что жарко, жарко. Нам демонстрируют игрока Бази. Он сейчас в упоре практически вауов. Это было очень опасно. И его отправляют в ног, о чем я и хотел, собственно, сказать. И вау, меня услышали, дают ног. Будет добивание, скорее всего. Ух. Неприятно, неприятный момент здесь. World of Wonders на наших экранах продолжают давить. Сейчас Зесси стреляет спрей по Атису. Не получается пока его выцепить. Но момент очень опасный для этого коллектива, потому что, ну, с World of Wonders все-таки шутить не стоит. Эти ребята жесткие. Можно пытаться подсейвить свой тиммейт и закинуть дымы, но, увы, это будет очень сложно сделать. Ну и мы смотрим 12-18, также внизу карты открытые, то есть они находятся уже в зоне, они сдвигаются еще вглубь, пытаются заехать на самый центр, и вот этой ситуации, где они двоечку могли бы ту самую подловить 69-х, не придется нам это увидеть. Сейчас коллектив Bloodline пытается держать удар против команды World of Wonders. Коллектив Bloodlines из Румынии, кстати говоря, прошли через европейский ПМЦО на турнир ИМЕА. Я думаю, что им будет нелегко в целом против и турецких, и СНГ команд. Ну, конечно, конечно, нелегко, конкуренция очень большая. Я думаю, в принципе, никому не будет легко. Мы видим, какие жаркие баталии. То один, то второй коллектив. Акзер у нас фрагов отправляет одного из игрока в ног. Это хорошая, хорошая, приятная новость. Как агрессивно здесь работает Unicorns of Love. Сами теряют своих игроков тоже. Мистер 404 пойдет в ног, скорее всего. Юлиса здесь мстит за своего тиммейта. Там, кстати, появляется Акзер. В килл-чате. Снова. Очень много сейчас будет киллов на заход. Идет агрессивная команда Unicorns of Love. Забирает, пробегает вперед, успевает, не убивает игрока. Unicorns of Love. Юлисес выживает, забирает в размен своих оппонентов и минусует коллектив Punishers. Прекрасно сыгран Unicorns of Love. Две уже команды откисли, 14 команд, 51 человек остается у нас на финал Мирамары. Нам показывают Блейзов, которые смогли таки частично выехать из пикада, где воевали, в том числе с Каниной Пауэр. И снова встречаются эти две Force команды. The Force сейчас, скорее всего, отъедут. Еще одна граната осколочная прокидывается, но не смогли забрать игрока. GSG теряют Лао. Пока что только ног.
Bloodline продолжает бойцов своих терять, и практически эта команда отъехала. На ровном месте, совсем. Я бы так сказал. Да, ну, а Боят прокидывает хаешку из GSG, и осколками Локу сейчас задевает очень сильно, и в ответочку тоже очень больно прилетает составу GSG. Лока остается на шести бинтах, еще одна хаешка, мы слышим звук, непонятно, куда она была кинута, вроде бы в дом, и попадания нет. Тем временем 12-18, только что показывали карту, находится Bloodline. В середине. Ну, Bloodline, понятно, их да? Там без шансов. Закрыли, накрыли, не оставили ни единой возможности пережить давление, которое на них было оказано. Тем временем 12-18 команда в центре находится. У них идеальная позиция. Будем наблюдать за их успехами в этом матче совсем скоро. Я думаю, что к ним будут прибегать коллективы, которые попытаются их выбить оттуда. GSG практически пали. Остается один игрок. Не повезло GSG, да? У них было численное преимущество в этом локальном файте. 3 в 2. Но в итоге Алким и Скитон затаскивают этот бой. Хорошая хаешка прощальная. Плюс зона еще, которая пошла. Это уже пятая зона, да, которая идет. Бьет она достаточно больно. И GSG несут потери. Мы видим, Зора отправляется у нас от игровой зоны в лобби. И Насер и Нектор также у нас взорвался на автомобиле. И снова потери у команды. Это работает Вауэ. Смотрим за фрагами Эйтерами сейчас. Да, понятно, что Вауэ минусует игроков. Сейчас нон-стопанса ему накидывает по Black White. Вот спрей дает очень долгий. Тем не менее, не получается попасть по нему вообще. Unicorn of Love, там тоже какой-то фраг отвесил небольшой у фрагов. Кстати, у фрагов два игрока всего. Минус Эйтен там. Unicorn of Love продолжает наказывать оппонентов. Очень неплохо. Здесь заряд, ну, скорее всего, погибнет. Ну, что творят юникорны сейчас? Эта команда раскрывает себя. До этого Блекла выступали. Сейчас начинают сиять. Фархан еле живой. Скорее, добьет его хаешка или нет? Акзар. Там минуснули еще одного. И World of Wonders тоже, что творят. Очень много фрагов на карте постоянно. Мы видим 11-18, Никита. Закон появляется также. Нок дает с хаешки. Акзер хорошо работает по 8 эрам. И там есть один нок, но дожрать не получится игрока. Фарханг отвлекает на себя внимание Акзера. Тем временем поднимают друг друга. Black White подходит со спины. Это интересная фланговая атака. Может быть, со стороны команды Канины Пауэр. Фарханги Али подъезжает. Причем очень агрессивный пуш со стороны Канины Пауэр. Black White в спине. Он уже почти вышел на Фарханга. Сейчас можно минусовать всех из Эйтера. Фарханг принимает на себя спрей. Забирает его Black White. Пытается Сандра постоять теперь по Канине Пауэр. Не получается забить Рабдини. Рабдини уползает. Еле-еле душа в теле. Канина Пауэр очень рисковую позицию сейчас занимает. Их могут доказать два коллектива, которые находятся на огромной дистанции. Канина Пауэр только дымами здесь можно сейвиться. И зона подходит, что тоже очень неприятно. Отлично отыгрывает пока что Канина Пауэр. Забрали верхнего игрока. Освободили себе проход в зону. И 8-эры, казалось бы, имея преимущество по позиционке, хай-граунд, Канина Пауэр берет еще выше, и сейчас откроется перспектива Акзера. Нет, Канина Пауэр могут полечь игроки коллектива из СНГ прямо сейчас. Гонза еле-еле живой, по-моему, уже в ноке находится. Даже 8-эры выходят для того, чтобы добить Гонза. Гонза умирает от зоны, в итоге вдвоем остаются Канина Пауэр. Такой агрессивный экшен устроили, и за это, к сожалению, были наказаны. Ничего вдвоем страшного. Black White остаются живы. Да, действительно ничего страшного. Можно продолжать жить, можно выходить, пытаться в топ-5. Ну, единственное неприятное приключение, то, что зона снова покидает Канину Пауэр. И еще вдобавок 10 секунд всего остается. Шестая зона смертельная, что по транспорту у Канины Пауэр. Да ничего, впереди состав Ялла и Спортс. И там Кайта, Мансид. Внизу также находится состав Эйтеров. Есть там один ног. И закручивает Рабдини чуть правее, выбегая на Яллу. Там пошла туда хаешка через дымы, пробегание. Есть шанс у Канины Пауэр все еще выйти. Там экшен весь идет на... Все внимание на Эйтеров, по ним стреляются, ему нокнули Али тоже, Вампайр остается единственным выжившим этого коллектива, бегут вперед Канин Пауэр, могут попытаться поиграть по Яле, Азис слышит, что он на машине крутится, там вертится, тем не менее Канина Пауэр изо всех сил стараются выжить, Unicorns of Love подъезжают, резко будут с двух ног врываться в этот ангар, и тем временем 12-18, хоть и лишились одного психа, все еще продолжают активную борьбу, Сандра идет... Удар в ближнем бою, а нас может подставиться. Канина Пауэр, к сожалению, таки добивают. Тем не менее, на Unicorn of Love смотрит против Ялла и Спортс. Перестрелка очень активная, как жестко наливают спреем по Кайта. Его точно заберут. Азия и Пека вдвоем остается внутри здания. Туда заходит Unicorn of Love. Будут, скорее всего, добивать игроков Ялла и Спортс. Неприятный спрей идет. Сузишки хорошо работают. Азия минусует Сандра. Пока что никто не кейл. Нана.
все еще живой, ему нужно отдуваться за весь свой коллектив. И сейчас Ази готовится с этой гранатой осколочной зарядить ее в нокнутых игроков Unicorns of Love. Ответные гранаты тоже пошли, можно попытаться сыграть. Сразу две хаешки греются от Team Yalla против Unicorns of Love, и взрыв автомобиля не состоялся, еще один взрыв, падают в ног игроки и моментально закрывают состав Unicorns of Love. На девятую строчку отправляя ялловцы со своими хаешками сделали, конечно, серьезный экшен. Ну и дальше у нас Wow и World of Wonder тут же подходят, считай, за зону, да, обращаясь к Team Yalla. Они хотят сразу же закрыть в зеленом ангаре оставшихся двух игроков. И пошли теперь хаешки уже от наших чудесников. Чудесников не то слово, но пока что они принимают решение отступить. Слишком рискованная эта история. А где 12-18, кстати? А вот вижу. 12-18 на северо-востоке зоны. Одного психа, по-моему, потеряли, все остальные живы. Закон воре бандиты я вижу. Я очень надеюсь, что зона останется именно в том секторе, в верхнем, чтобы не пришлось двигаться команде и посмотреть. Зона HP, это сейчас хороший шанс для коллективов. Этеры. И пустить World of Wonders в топ-1. Угу. Но... Мечтай. 7 киллов на команду и закрыт еще один коллектив. Это были 8R eSports, которые также отправились в лобби. И снова World of Wonders имеют шанс агрессию провести против Yalla eSports. И выбывает Yalla eSports уже на 7-й строчке. Как же катают сейчас ребята из команды World of Wonders. Они читают соперника, очень круто переигрывают. Зесси практически погиб в лоу-граунде, еле-еле живет. KZ подъезжает для того, чтобы подсейвить свой тиммейт. Фраги уже ничего здесь не сделают абсолютно. Коллектив World of Wonders готов врываться сейчас в топ-1. Они очень сильны, и здесь мало кто сможет им что-либо противопоставить, потому что 12-18 втроем, но в тот момент, когда World of Wonders надо наказывать, потому что они пытаются агрессивно ехать в зону, а там уже их поджидают соперники. Сразу Сон HP взрывает машину, понимая, что ему нужно укрытие. Outplay пытается настрелять. С двух сторон бьют по Вовам, но они все еще не чувствуют угрозы и спокойно заходят в зону. Я считаю, что фраги зря затеяли перестрелку. Опа. С World of Wonders, потому что надо было фрагам смещаться в зону как можно скорее. В итоге остается 0 часов, 0 минут, 0 секунд на таймере. Это значит, фрагам нужно снова двигаться вперед. Да, они дали хороший ног по ТФам. Да, есть дымы, но здесь еще 12-18. И 69-е. 12-18 мы нам сейчас увидим, потому что там идет перестрелка такая жаркая. Там и Блейзы, и Вовы. Все вместе рубятся эти команды. 12-18, тройка жива. Все-таки все пока в порядке. Можно с этой тройкой спокойно побеждать. Вопрос в том, как будут спозиционированы World of Wonders и смогут ли они дальше продолжать чемить своих соперников. Тем не менее, 12-18. Забирается по лизам, забирают почти всех. Остается один Дамфин на втором этаже. Будут рваться бандита. Пойдут ли пушить последнего игрока Блейз? Как бы на эту заварушку не пришли Вовы, которые вчетвером в полном составе могут спокойно запушить 12-18, которые так побиты уроном. Надо душить последнего игрока Блейзов. У него осталось всего лишь два бинта. Ну и я думаю, что хаешки ничто уже не спасет, ни дымы последнего этого игрока. 12-18 обычно играют 69-е. Жестко. 69-е отлетают и нас переключают на ТФов, которые борются за выживание, пытаются войти в зону. Там есть один ног. И фраги живут. Я их ругал за то, что они обнаружили свою позицию и не занимались проходом в зону. О, и какая... в итоге по Зессе прилетает хорошая хаешка от лорда. Хорошо. Сейчас можно Зессе попытаться добить, но... Угадывает! Угадывает! Хорошая осколочная граната! Минус один у коллектива World of Wonders. Теперь вопрос, фраги смогут ли забежать, потому что стрельба пошла! Спред по команде фраг и забирают фраг машинс. На четвертое место отправляются они. Тем временем 12-18 допушивают. В итоге Blazov отправляет на четвертое место. Готовы 12-18 дальше продолжать эту борьбу. World of Wonders ползают, знают, где находится 12-18. Готов спрей свой давать KZ по коллективу 12-18, но пока что не получается никого забрать, и нужно смещаться. Зона горит. 37 секунд остается до схождения следующего круга. У 12-18 не так много времени, чтобы принять решение. О, как хорошо отработал по Вавам, и появляется шанс у 12-18 быстро покинуть кемпы. И еще закон помогает, соответственно, стреляя тоже в наших этих чудесников из 12-го слота. Топ-3 уже в кармане для коллектива 12-18. И что, ждем зоны. Сложная, очень-очень сложная сейчас дилемма для 12-18. Куда идти, куда сделать фокус? Потому что, с одной стороны, они понимают, что
есть стрельба от ТФов. И под дымами 12-18. Сейчас хотят зайти очень агрессивно на воду. Фандерс, поки здесь стрельба. Блок падает. Бандита забирает сейчас один фраг. Пока что Enjoy здесь. Готовится стрейпа. Бандита на его тоже нокают. Воду Фандерс сейчас могут отлететь прямо здесь. Прямо сейчас коллектив 12-18 готов выйти один на один в борьбу против The Force. Вопрос в самом HP. Главная звезда коллектива Воду Фандерс все еще жив и готов вступать в эту баталию. Вопрос 12-18. Как они сыграют этот момент? Алким падает ног. Кейзи в итоге откисает от зоны. Алким в минусе. Бандита, у него не так много здоровья. Аптечек вообще не осталось. Продолжает спрейт рандомно в дым. Угадывать, где находится Эскитон и Буджо, но пока не получается вообще никого забрать. Здесь ТФ вдвоем остаются все еще на ногах. Один игрок нукнут. Бандита продолжает спрейт дым как можно сильнее. Один в ноке. Тулика. Сейчас закон в воре. Бандита остаются вдвоем. Нужно уйти куда-то за заграждение и закинуть дым. И попытаться тут сон HP! В спине у коллектива ТФ. Нокает Буджо. Остается только один игрок The Force. Его добирает сон HP. Это просто монстр какой-то. Закон воре здесь был тоже, чтобы добрать Алкима до конца. И сон HP остается. 1-2! Его пытается застоять закон воре. Через дым. Пробивает неплохо. 50% ХП остается сон HP. Закон воре идет пушить. Хочет 1-1. Сыграли! Забирает! Сон HP 12-18. Берут топ-1 на Мирамаре. Просто лучшие, Никит, просто лучшие. Это была феноменальная игра под концовочку от 12-18. Отлично была отыграна позиционно. Последняя зона, уехали через нижнюю окружность, сместились потом в самый центр, заняли хорошие кемпы, высадили блейзов, ну и финал просто был роскошен. Очень красиво, потому что ну, насколько долго Сон HP, вот он грамотно затаился, знаешь, как истинный хищник такой, турецкий хищник. Он притаился и ждал момента. И вот наказал ТФов под конец, да, и в этот же момент выходил, по-моему, как раз закон воре, да, дожимал последнего игрока The Force, и в итоге остается вот такая ситуация, когда у тебя два игрока в ноке, и ты... Тебе нужно быстро принимать решение, прям моментально. И закон воре принимает самое правильное, мне кажется, отличное решение. Пока Сон HP находился на перезарядке, то есть он уже высадил свою обойму, перезаряжался. В этот момент закон воре быстро начал пушить, моментально принял решение и забрал фраг. Очень круто сыграно было. Ну, я считаю, что все игроки 12-18 да. отлично отыграли. Там, несмотря на ноки, ну, как они в спину приняли решение заходить к коллективу World of Wonders, то есть не бежать прямиком в зону, а по окружности наверх пробираться. Они понимали, что их туда не пустят никто в этот круг. И, в принципе, это было по итогу правильным решением. Оставили они из чудесников только одного игрока, которого закон под конец и забрал. Круто. Круто, очень круто сыграно. 12-18, поздравляем вас с отличной партией. Очень-очень достойное выступление. В принципе, с самого начала карты 12-18 играли очень скрытно. То есть они хорошо заняли позицию и просто от зоны катали. Не было вообще никакого экшена 12-18. И только под последние зоны уже начались активные действия. И при том вспомни, как Канина Пауэр открывали свой матч. Там постоянно вот этот экшен. Они пытались кого-то там выцепить. Все время заруба, заруба, заруба. И в итоге... Последняя как раз-таки агрессия, вот этот выпад от Канины Пауэр, он привел к их поражению, потому что это было очень жадно, на мой взгляд, выходить так на Этеров, когда знали, что с нескольких сторон дают спрей свои оппоненты, тем более там и с болтовочек били враги, так что опасно было так действовать. Никит, с другой стороны, заходить прямиком в зону у них бы тоже не получилось, там сразу несколько коллективов занимали эти зоны, там ни налево, ни направо раскручивать не было вот такой возможности, поэтому они приняли решение запушить команду и в принципе, в итоге проиграли, но... Результат матча. Результаты матчей, давай 23 смотреть. ПТСа и у World of Wonders, и у 12-18. Вот как раз-таки эти самые плейспоинты, да? Всего 3 очка разделяет первое место от второго. И так как у World of Wonders больше было фрагов, чем у 12-18, даже несмотря на первое место 12-18 в рамках матча, все-таки одинаковое количество ПТС у обоих коллективов. Главное, что Team 12-18 зарабатывают столь необходимые 23 ПТС, это много. И посмотри на Unicorns of Love. Просто внимание! Плейспоинт 1, киллпоинт 14. Это парадокс. Парадокс единорогов. Соглашусь с тобой, но по итогу третье место более чем крутой для них результат. Force на четвертой позиции, также 15 очков. Frag Machines идут на пятой строчке, 10 ПТС. Blaze Esports 6, 9 очков. Yala Esports неплохо выступили, 7 место, 8 ПТСов. Ну и Canina Power 5 ПТСов. Ну, не самый удачный расклад был на последних зонах Canina Power, так что там, к сожалению, все плохо подключилось для ребят. SWAT69 4 плейспоинта заработали, на 9 месте расположились, Royal Esport 3 поинта, дальше Aetheri на SR и GSG по одному ПТСу, Bloodline, Vibes и Punishers не заработали ни одного ПТСика, потому что очень...
прям грустно откисли. Слушай, ну если мы вспомним самое начало игры, два сквада на Пикадо против Канины Пауэр, резко шифтующая вправо зона, которая не позволяла долго, ну, находиться там, да, в этих маленьких кемпиках Канины Пауэр, как они разрулили тот эпизод, там уже все могло плохо закончиться, там тоже два серьезных состава оставалось. Блейзы, они же тоже дальше прошли, как и Канины Пауэр, да. Разминулись, снова встретились. То есть, в принципе, мне игра Канины Пауэр очень понравилась, мне понравилось, как они стратегически действовали. А то, что немножко вот так вот с зоной сложилось, да, и не так много ПТС, как хотелось бы, но они есть. И катка, в принципе, не сыграна впустую. Там есть у составов по нулям все, скажем так. Мне кажется, так. Что Канины Пауэр, вот самая финальная вот эта ошибка была, когда они, мне кажется, немножко пожадничали, вот к этой горе поехали, думали сыграть от нее и там подлутать побольше киллцов, потому что, возможно, уже не верили, что им удастся пробиться вглубь зоны. Скорее, хотели ПТСов набить на киллах. Но, увы, тут слишком сильно наказывали со всех сторон. И по Этерам уже вели огонь. Мы видели, что там 1-2 человека в ноке. Постоянно то одного нокнули, то второго. Плюс отвлекали на себя внимание. В общем, для Канины Пауэр это было. Но там Блэк Уайт заходил в спину. Кстати, вот этот момент круто. То есть они зажали в тиски Этеров. Потому что все испортили Unicorns of Love, которые на дальней дистанции как раз ждали, пока Канина Пауэр выйдет на гору, составом откроется под них. И очень здорово они, конечно, поработали по нашим ребятам. Ну и практически не оставили шансов. Там двойка Black White и кто еще? Двойка, которая осталась, все-таки выбралась с этого эпизода. Да. Ну, неважно. В общем, двойка, которая осталась, там понятно, что уже тяжело было входить. Ялла Esports встречала на границах зоны и без шансов получилось. Смотрим самые яркие моменты этого матча. Наверное, многие нам подарили... Вот, кстати, хорошая хаешка была. Потом такая же хорошая хаешка будет от Акзера по трону. Вот она, хорошая хаешка. Mm-hmm. Еще круто, наверное, от Unicorns of Love будет много хайлайтов, потому что 14 фрагов они сделали. 14! Жестко. Это было жестко, действительно. Отметим, давай, работу именно Акзера, да, который вот не побоялся. Очень правильно сказал. Отсоединился, нокнул трона, не дал шансов ему вообще выползти с этого балкона и поднять игрокам. Вот мы боялись, что Акзера обнаружит. В итоге он сыграл на опережение, отыграл классно. Ключевой, наверное, эпизод в городе Пикадо, который позволил Канине Пауэр взять верх в этом локальном файте. Да, здесь с панишерами юникорны разобрались очень жестко, при том, что панишеры сами неплохо стреляли, они подловили юникорнов, но... Так ты посмотри, как она тоненького они отыграли, там Улисс просто висел с 10% хп. Это меньше, мне кажется, 5% было. 5%. На волоске от смерти. GSG, как ты говорил, да, не зашло им немножечко. Посмотри, вроде бы 3 в 2, ну что вы тянете, вас зона сейчас будет выдавливать, вы на лоу хп, они продолжили файтиться и пропустили этот эпизод, умерли там от зоны. Да, Покус, вообще Unicorns of Love, ну, ярко сияли здесь. Красавчик Канины Пауэр, тот самый момент, когда КП заходили на гору в спину, грамотно. В целом, неплохая задумка, но, к сожалению, слишком много внимания было. То есть 12-18 потеряли быстро психа, мы даже этого как-то не заметили, но в дальнейшем все очень чистенько было с их стороны. Да, и тут вот дуэль Unicorns of Love и Ялла, и вот эта потрясающая хаешка, которая первая хаешка нокает двух игроков, и еще там с диагонали прострел идет, и Unicorns of Love закрывают. Такая ошибка от Unicorns была супер грубая, если бы они... А ты представляешь, если бы они там до топ-2 еще дошли по плейсменту с таким количеством киллов, это было бы вообще страшно. Да, ну посмотрим дальше, здесь фраги очень круто сыграли, кстати, фраг-машины, там. Потому что они вдвоем были и долго очень держались. Тут понятно, что не было шансов у молодого. Его дожали. А вот фраги и то, что минуснули Зесси, угадал в итоге лорд. Это было круто. Это было реально. Помнишь, я фрагов ругал еще за то, что они обнаружили свою позицию. Вместо того, чтобы приблизиться к границам зоны, вместо того, чтобы входить на последние зоны, они начали стреляться как бы, да, из-за окружности. Но по итогу это послужило правильными действиями, да, правильные были мувы, и тоже у них все хорошо и по очкам, и по плейсменту оказалось. Ну и вот прекрасный проход 12-18 под коллектив World of Wonders.
Ну и отметим, World of Wonders все равно до конца тоже сражались достойно. Жесткие очень, ребята. Очень жесткие. Нет, турецкая команда прям очень сильно радует, мне кажется. Она выделяется. Она сильно выделяется. То есть, если мы говорили про Stumble Wildcats, что они должны по логике хорошо себя показывать, топ-1 команда Турции все-таки, и в целом достаточно сильная команда, тем не менее, они пока не так ярко сияют. Но, вот видишь, у меня ощущение, что группы C и D помощнее, чем группа А. Ну вот мне, это может быть звучит провокационно, но мне кажется, что С и Д помощнее. Вот суммарно смотрится, поэтому Stumble Wildcats, они там отъезжают постоянно. Там, то Нави их прессанут, вынесут, то Альянсы. Ну, там постоянно какая-то заруба происходит невероятная. Вот, я не говорю о том, что А и Б группы слабые. Нет, ни в коем случае. Я говорю, что просто в сравнении мне кажется, что С и Д посильнее, чем группы А и Б. Вот и все. Ну, слабых здесь нет. Слабых опять же, вообще нет. Сплошные финалисты, сплошные топовые никнеймы у нас пестрят в килл-чатах. Ну и давай отметим, что было бы вот сейчас интересно, если бы как раз World of Wonders встретились с Нави. Вот мне было бы интересно посмотреть на зарубу этих двух коллективов, потому что мы видим, что Вавы очень-очень заряжены на только топовые места. Урон, нанесенный за карту Мирамар, матч под номером 7. 1316 у 1218, 1900 у команды World of Wonders. При 5 фрагах 1428 урона у The Force. Unicorns of Love 2041, Canina Power 1233, давай отметим. Ну, в целом, еще раз, мы больше ориентируемся на наши СНГ-коллективы. Они выступили на Мирамаре очень классно, молодцы. Да, крайне достойная игра, мне кажется, что большего здесь, сложно получить еще больше, чтобы, знаешь, две СНГ-команды вошли в топ-2, тогда, вау, это прям супер шикарно. Такое редко случается, бывает, когда там в топ-4 заходят две СНГ-команды. Мы это видели и на PMVL, по-моему, такое было, когда там Юники, там Дримы, например, оставались на том же Мирамаре. У нас здесь были Альянсы Нави на Мирамаре. Альянсы Нави были, да. То есть ситуации есть, когда две СНГ-команды стоят в топе, но это совсем прям круто. Обычно все-таки одна из СНГ-команд, она где-то там 5-6 место. Ну, тем не менее, то, что СНГ-команды все время в топе, пытаются запрыгивают на этот поезд каждый раз, это очень круто. И 12-18 радует своей игрой, не удивлен вообще абсолютно. Ну и вообще, я считаю, что нашему зрителю, наверное, очень комфортно смотреть этот турнир, потому что, ну, когда выбывают все СНГ-коллективы, ну, понятное дело, что градус напряжения, да, уже снижается. А тут, получается, у нас что не игра, то наши команды пытаются именно за самые высокие места побороться до конца, файтятся красиво, ну и приятно, наверное, на это смотреть. Тем более, что сейчас у нас будет играть группа С и Д, где играет целых 3 наших СНГ-команды, и, скажем так, шансы СНГ-комьюнити повышаются. Ну, во-первых, и Alliance, и Na'Vi, кстати, то, что они в одной группе, это прям супер жестко. Да я тебе говорю, почему я тебе говорю, что группа D, она лютая, понимаешь, она монструозная. Там и Na'Vi, и Alliance в одной группе. Ну, камон, это жестко. И там Stumble Wildcats в C, по-моему, все-таки. Ну, в D есть одна турецкая команда, это прям железобетонно, но неважно. В общем, C и D сейчас будут играть, и там есть очень много прям вариантов, как могут разыгрывать и Na'Vi, и Alliance, и Nykes'ы тоже, про которых, кстати, нельзя забывать. Так они у нас порой за обсуждением наших команд бывают, знаешь, за скобочкой как-то мы их выносим иногда, но о них нельзя забывать ни в коем случае, поэтому поддерживайте Найксов тоже. Все СНГ-команды нуждаются в вашей поддержке, друзья. Большое спасибо, что смотрите трансляции и продолжаете радовать нас, радовать команды тем, что у них действительно есть такие замечательные преданные болельщики, замечательные зрители, которые радуются и наслаждаются победами и матчами наших команд. Ну что ж, Алексей, какие у тебя прогнозы, вообще ожидания от следующей карты? Ну, следующая карта у нас Эрангель, классика, завершающий финальный день. Я думаю, коллектив Na'Vi будет предельно сконцентрирован на то, чтобы уйти на топ-1. И, возможно, мы увидим от них такую более осторожную игру, мне так кажется. Не такую жесткую, как хотелось бы болельщикам. Болельщикам, понятно, всегда хочется 99 киллов там и все такое. Не получится. Я думаю, что на ранних таймингах коллектив будет спокоен. Вот. Nykes'ам надо набирать обороты. Возможно, Nykes'ы нам предоставят. Если мы сейчас СНГ, да, именно берем команды, мне кажется, что Nykes'ы должны как-то вот прям включиться. Верю я в это. Покажут они тоже нам что-то интересное на Эрангеле. Ну, альянсы стандартно, ну, тоже супер топ коллектив, тоже верим в ребят. Мне кажется, Alliance в этом плане самые стабильные. То есть они, если у Na'Vi
у них яркая игра, они такие прям вух, врываются, но теоретически у них может и не пойти карта, то Alliance — это прям стабильная команда. Они будут чаще всего оказываться, может быть, не в топах в середине таблицы, если что, я имею в виду в рамках одного матча, да, и залетать в топ-1. То есть если, как вот Cloud9, например, играли на PMVL, то есть это команда, которая, если прям вот совсем все не пошло, они там от сейвича сыграют, там от края зоны, супер аккуратно, и дойдут где-то там до плюс-минус последних зон, даже если не займут топ-3, топ-5, там, топ-6 останутся. Вот. Мне кажется, Alliance плюс-минус такого же плейстайла. Хотя яркие от них моменты тоже есть, но они, по сравнению, по крайней мере, с теми же Na'Vi или Canina Power, мне кажется, играют более поосторожнее. Да, осторожнее. Я хочу сказать, что в принципе у нас альянсы... Леш, да? Я вынужден чуть-чуть так тебя прервать, потому что мы готовы начинать наш Эрангель! Прекрасно, полетели. Дорогие друзья, полетели. Самолет уже в пути. И что мы там внизу пролетаем? Не как Ясную Поляну. Получается так. Да. Со стороны Ясной Поляны, Сталбера и Камешек летит наш самолет на Сосновку, Милитари Бейс и Новорепку. Ферма, Мульта, Шелтер, Мэншн, Призон в зоне команд прямого доступа. Они... Как же так? Конты на Жоржике, руины, починки. Все это все мимо. Минус. Все это минус. Так вот, по поводу, кстати, команды турецкой в группе D, это класс. Сам Еспор. Угу. Зато Еспор. Здесь есть Годсенты сейчас. Вот, Годсенты. Годсент, да. Да, нет, слушай, ну жесткие, да, вот жесткие, эти две группы, говорю, прям смотришь и понимаешь, что... Так о чем я тебе говорю? Страшно. Да, о чем я тебе говорю? Медик вышел из чата. И вот Oshtag Warriors, ну, по крайней мере, вчера себя недурно показали. Мне понравилась одна из их карт, как раз на Мирамаре, по-моему. Вот, потенциал есть у этих ребят. И, кстати, и Пролордище, и да, Тим Амбра здесь же тоже сейчас в катке. Я тебе о чем? Да, серьезно. Все очень серьезно. Ну, давай последим за нашими командами. Что мы имеем? Найксы улетают в сторону починок с недолетом. Дальше мы идем. Альянсы, ну, стандартно для себя всегда уходят северный. На северный. И здесь конкуренции никакой нет. Зона благоволит тоже альянсам. Город остается в первой зоне. Натус Винсеры сейчас не совсем понятно, куда хотят направиться. Они, получается, взяли транспорт и, ну, возможно, на Жоржик. На Жоржик должны, да, ехать. Всего. Может быть, при такой зоне Казахстан. Mm-hmm. Чтобы не рисковать, вдруг они пропустят и первыми не смогут приехать на конты. А может быть, наоборот, на конты и киткаты полезут. Так, посмотрим. На наших экранах команда Polar Ace, европейский коллектив. Savage пытается застрелить сейчас игрока команды Снайпер. И действительно, у него это получается. Снайперит буквально игрока египетского коллектива. И Амр Сокер, я не знаю, как он будет отсюда выходить, потому что тут и Алды неподалеку. Тоже в этих же общагах получается. Ну, я очень считаю, все плохо. Я считаю, что здесь большие неприятности и у тех, и у других коллективов. Это тебе не заруба, Канины Пауэр, на Пикадо. Лута здесь должно быть значительно меньше. И плюс вот эти опены, которые окружают общаги. Ты так спокойно ни до школы не дойдешь, ни в другое место, куда тротируешься. Ну и проблема с транспортом в этой зоне тоже может дать о себе знать. Да, тяжелый момент для этих двух коллективов. Но посмотрим, как они разруют ситуацию. На наших экранах игрок из команды Найкс, вообще в целом Найкс, Питер Свитер, Малой. Витамин, Джеки. Починки, да, починки лутают. И рядышком еще одна команда была, и мы переключаемся сразу опять на общежитие и смотрим, что здесь происходит. Здесь уже более-менее получше стало по луту у ребят. И Дельхаб. Дельхаб, да, игрок. Не стал добивать, команда, кстати, да, игрока снайперов нокнутого. А почему, кстати, он его не заметил? А я не знаю. О, тут спрей пошел от Savage, Polar Ace. Могут сейчас наказать коллектив Алдов за такой агрессивный въезд. Хотя, подожди, у Polar Ace только два игрока находятся. Только два игрока здесь, остальная двойка находится как раз на школе. И вот снайпер, игрок из коллектива снайпер, дотекает уже своими силами, скажем так. А Polar Ace готовы встречать своих сейчас противников. Сейчас плей какой от Сева же интересный. Хочет перехитрить своих соперников. Спрыгивает. Знали они о том, что он находился на верхних этажах. Миракл уже начинает пойзай по Севеджу. Севеджа с двух сторон накрывают. Что-то план не сработал. Не сработал план.
Ну, алды как-то выглядят здесь перспективнее. Они сгруппированы в один сквад, а Polar Ace разбросаны по соседним кимпаундам. И мы видим, да, вот на перебежке сейчас находятся два игрока. Ну, а Пекс как сидел на школе, так и сидит. И принимает решение вот эта двоечка из Polar Ace сдвинуться как раз в сторону школы. Времени у них там особо не будет. Наверняка их кто-то может уже потом встречать на рожке. Ну, и тут локально, конечно же, алды побеждают. Я думаю, что вообще нет смысла особо с алдами сражаться. То есть школу утонули, ушли на запад. Хотя, с другой так, стороны... Алды могут сейчас залутать быстро общаги и приехать на школу добирать остатки полурейса. Они же такие, видишь, ну, вот агрессивные, да, ребятки. Ну, это правильное решение. Так, по-бразильски играют, я бы сказал. Так, снейки на наших экранах. Пока все тихо у коллектива. Здесь спокойно, я думаю, они подлутаются, и придется им смещаться к зоне, потому что вне зоны находились. И снайперы, в свою очередь, пускай без одного игрока, тем не менее продолжают лутаться в рожке. Тоже без транспорта, просто бегают по возвышенностям. Сейчас будет взят ангар. Ну и, наверное, неприятно, да, вот так остаться без... Сразу несколько, да, у нас составов теряют по одному игроку в самом начале игры. Причем в достаточно таких, да, безобидных ситуациях. И вот они, контейнеры на новорепке, получается. Это у нас новорепка под МФами. Есть уже транспорт. Интересно посмотреть, куда Нави в итоге приехали. Они на верхний жужжик, да, приехали, по-моему. Ну, главное, что их нет в килл-чате, вот о чем я и говорил, что спокойно ребята поехали набирать необходимые девайсы, необходимые луты на финальные файты, чтобы не пропускать тайминги. Нет в килл-чате, и хорошо. Это правда, это правда. Alliance на наших экранах в северном лутаются по стандарту, то есть классика жанра. Рудер, Хедейк, Дискрим и Санрайз будут сейчас на наших экранах. Видим, что у Дискрима пока проблемы с броней, как и у Санрайза. Первый сет. Ну, хотя бы есть вторые шлема и уже что-то по медикаментам. В принципе, опять же, зона будет подходить. Ребята уже более-менее готовы ехать дальше. Готовы к бою. Alliance могут подлутать еще какой-нибудь шутинг рейндж, например, заехать, там какой-нибудь бункер подлутать, но это уже опциональная история. Наверняка многие команды вообще игнорируют это место полностью. Да, и такое бывает. И, кстати, нам только что демонстрировали. Очень часто стали игроки, вот я обратил внимание, на первое лицо, на режим первого лица переключаться, активно пользоваться этой опцией, предоставленной в игре. Вот. И, возможно, мы когда-нибудь доживем с тобой до такого момента, что на высшем уровне будут турниры также и от первого лица проводиться. Ну, в Китае же прошел, по-моему. Я что-то помню, говорили о том, что турнир первый от первого лица. Первый от первого, да. Вот они, алды, уехали они с общак, не стали они там ни в рожок заезжать, по сути, да, ни в школу, не захотели терять тайминги. Снейки врываются между алдами и между школой и починками. Найксы, посмотри, как Питер Свитер далеко сейчас от состава, и Витамин разрозненно находится команда, надо бы соединиться, потому что целых две команды рядышком. Я думаю, что транспорт просто забирал Питер Свитер, да, и, скорее всего, Найксы объединяться. Нужно на таком моменте уже вместе желательно бегать. Ну, либо сплититься 2-2, но все равно опасная история. Снейки подъезжают сейчас с алдами, могут схлестнуться. Напомню, что у алдов фулл состав. Они убрали одного. И они, похоже, не знают, что там находятся алды. Посмотри, двое снейков приезжают на разведку. Но не добивает немножечко игрока команды Снейк. Продолжается стрелять. Садат проходит. Узишечка работает хорошо. Забирает этот фраг Садат. Сейчас алды прям наваливают очень бодро. А по команде Снейк Маршал здесь выходит. Сильно пробили его. Бойко почти дотек и уже погиб. Бойко. Минус один у команды Снейк. Чапа на верхнем этаже. Олдхапа минусует. Это первый нок. И килл для коллектива Снейк. Размен один в один. Продолжается баталия. Бегает один из игроков олд внизу. Снейки агрессивно очень огрызаются и противостоят алдам достаточно неплохо. Чапа почти погиб. Успевает уйти за стену. Сразу же начинает есть аптечку. Здесь рядом Маршал. Будут пытаться стрелять по команде алдов, если те зайдут на второй этаж. Но положение дел крайне неприятное для снейков. Нужно спускаться. Как агрессивно играет Маршал сейчас. Выбегает вниз. Сразу же нокает Миракла. Падает, по-моему, еще один игрок или нет. Живут все остальные.
Маршал очень здорово отработал, хоть Садат остался на лоу хп, и Садат дает ног сейчас по Атлантику. Да, и остается один игрок, даже пытается выйти. Маршал здесь может добить последнего игрока команды Элдов. А нет, он не последний, потому что Садат был жив. Садат на таком низком хп все еще борется. Ох, это такой опасный момент. Сейчас Садат будет исцеляться с помощью аптечки. А вот у Маршала аптечки нет, по-моему, только бинты. Садат. А у Садата тоже только бинты? Вот это жестко! Вот это жестко! Да, забавная достаточно ситуация. Нет, есть у Садата одна аптека. Он как раз ее сейчас принимает. А Маршал уже поднимается с УЗИ наверх. И прострел, попадание мимо. Все понимает, чувствует. Маршал пахнет жареным и отходит. Сразу бинты принимает. Там обходит Садат с другой стороны. Начинает давать спрей. Не попадает по Маршалу. Хорошо, пока что Маршал живет, обходит с фланга. Не получается, какие тайминги ловят игроки. Какие тоненькие моменты. Садат выходит на Маршал. Маршал все понимает, тоже побежал. Расстреливает. Хорош. И в итоге собирает Снейков. Красиво Садат, добирая последнего. Жестко. Это было жестко, но там Снейк остался один. И как бы тоже вот такой исход неприятный, да? Победил красиво, но как он будет продолжать катку, непонятно. А Год Сенты тем временем переплывающих игроков пытаются забрать. Есть у нас один килл, и Джокер остается под мостом. Да, команда Marine Force из Германии, к сожалению, отъезжает. Не научили их там плавать? Marine Force. Видимо, не научили. Морпехи не выучили пока что, да. Судя по всему. Этот урок не прошли. Так, ну и у нас Найксы на наших экранах столкнулись они с Headquarters. У Headquarters был хороший хайграунд. И сейчас уезжают ребята. Найксы огрызаются, идут прострелы. Powerful угоняет свою дачу. Это неплохо. Угоняет, может быть, на дачу даже. На дачу. На даче, на дачу. Сейчас это актуально, кстати. Да. Ну что ж, ID7 выходит. Хедкотерсы не планируют продолжать перестрелку с Team Umbra, получается. Да, кто там у нас? Найксы там были. А, это Найксы, да? Найксы там были в низине, в кемпах. Отстрелялись и уехали. Амбра у нас, значит, 8-е или 9-е. Я не помню, тоже помню. Того, ну, были. Амбра пока у нас вообще не особо видны. Uh-huh. Такие, знаешь, как и альянсы. Где-то там себе лутаются. Ну и как бы и хорошо. 15 команд, 52 человека. Две зоны мы уже прошли. Headquarters подъезжают на починки и занимают церковь. Ну, кстати, немножко опасно. Хотя, вот учитывая то, что это Рангель 2-0, здесь получше стало, поинтереснее. Так, а вот это уже интересно. Садат в лобби, до свидания. Выносят последнего алда. Он там сквозь текстуры, сквозь землю провалился, знаешь. Пропал с концами, как говорится. И как раз Team Umbra нам демонстрирует позицию. 11-й. Мартеза чекает. Он на выстрелы смотрит. Увидел он Найксов, увидел киллчат, как они забрали последнего алда. Ну и здесь в опасной близости эти два коллектива. Алды тут? По Мартезе как прошло сейчас. Похоже, в голову залетело, потому что с одной пули просто половинка здоровья отлетела у этого игрока. Больно, больно. Не хочешь ты под такие патроны подставляться. Ну, это было ДП от Джеки, судя по всему. Видимо, да. Ну что ж, Найксы держат позицию около руин. Все прекрасно у Найксов. Здесь некуда торопиться. Можно чилить, ждать зоны, попить чай. И нам как раз показывают операторы зону, которую новую мы должны сейчас узнать. Альянсы тем временем подъехали вплотную к рожку. Рожок остался свободен, и посмотри, как зона вот в этой неприятной местности, где река раздваивается, да, как русло реки, делится на две части, и всегда загадкой остается до последних зон, да, вот зона в сторону школы или зона в сторону рожка, будут гадать команды. Я бы, конечно, на месте Дискрима и его состава прям в рожок немедленно сейчас ехал, не рисковал. Но посмотрим, как все будет. Так, ну что ж, Headquarters, тут Лока на очень малом количестве здоровья. Элит, коллектив, который мы еще не видели сегодня вообще. Впервые появляется на наших экранах. Стреляет по Headquarters. Но, мне кажется, такой позиции довольно трудно будет кого-то выцепить. Ну, возможно, это просто примерочные такие выстрелы, либо выстрелы по транспорту, чтобы заруинить автомобили коллектива Headquarters и затруднить их передвижение. Да, да, D7 пытается убрать дачу, и чуть не высадили его из машины. Ну, а вышел D7, еле-еле. Тяжело дается пока что команде HQ вся эта история, но выжили, и ладно. Машину даже, по-моему, не сильно повредили, так что в полном порядке. HQ занимает позицию на высоте. Все, бегают около церкви. В случае чего сбегают на... Можно сбежать на крышу церкви, осмотреться. Там от третьего лица хорошо все видно. Единственное, есть опасность, что тебя там в спину где-нибудь подстрелят.
А что по Нави, Никита? А Нави тем временем... Не Найкс, а Нави. Не-не, я говорю, Нави тем временем на западе от зоны находится. Они как раз из верхнего Жоржика, видимо, перемещались, или из контов, я так и не понял до конца. И там им в спину дышат Оштек Warriors. Ну, они не торопятся, в общем, да. Mm-hmm. Все-таки наше предположение о том, что команда не будет торопиться в первых... двух-трех зонах оправдались. Ну и сейчас Найксы снова на наших экранах. Уже следующий коллектив подъезжает к их кемпам чекать позиции. Это турецкий класс, да. Классы из Турции, которых ты отмечал до старта последнего Ирангеля на сегодня. Угу. Салех, Элиты. Да, это иракская команда. Ирак Элит. Нам демонстрируют, смотри, ранкинг как раз, да? Off-season 93 у World of Wonders. Да, конечно, большое количество и очков у команды. И команда Iraq Elite как раз находится на 19 месте. 23 ПТС у них всего. Ну, не так много. Ну да. Мало, да? Есть куда стремиться. Есть куда стремиться. Абсолютно верно. А у нас мало из Найксов по классам раздает первый. Солосы забирают. Свой. Неплохо. А Полорейсы-то живут до сих пор, сегодня в полном порядке. Они втроем, да, Перкс и Иллюзив держат позицию спокойно. Кет тоже неподалеку. Эта тройка держит бодрячком, так сказать. Ну и у нас прям так абсолютно не бодренько проходит, да, последняя карта, очень аккуратничают команды, и новая зона, которая таки, да, вот в части рожка остается, альянсы услышали меня и сдвинулись в сторону города, здесь же хорошие позиции у коллектива IW и God Center. Да, Stambul Wildcats в рожке, интересно будет посмотреть на перестрелку с альянсами, если она все-таки произойдет, но и God Center там могут спрячься, так что три команды явно будут здесь между собой воевать. А вот Нави с зоной не очень повезло. Придется преодолевать вот эти мосты, как раз русло реки. Посмотрим, как будут действовать наши ребята. Crazy. Команда THM. The Monster. The Monster. Интересно, THM. Тег, потому что они вроде The Monster, а THM. Потому что TM. Но, видимо, TH по The. Да, The и Monster. The M. Странно, да. Ну, с другой стороны, TH очень легко напороться на каких-то дублеров, которые, например, как-то там Tropical Hunters назовут свой состав и тоже будут TH. А тут уже THM без вариантов у Мартеза. Хорошо, сейчас Мартеза поставил ног, но не более того. Джеки тут в агрессию, Найксы едут. Джеки, Питер, Свитер хотят сыграть по Мартезе. Хаешечка прилетает, осколочная граната. Кого-то может цепануть, а может быть, нет. Мартеза отступает назад, Виндекс уже ног. Кто ли жестко. Могут Амбра здесь отправиться в лобби прямо здесь и прямо сейчас, потому что Джеки не будет прощать и оставлять кого-то в живых. Амбра минус. И у нас в килл-чате был олдбой со знаком минус. У Нави какие-то проблемы. Но я говорил, что с зоной им не повезло. Придется преодолеть тяжелую дистанцию. А Найксы пока держатся хорошо. А Headquarters отправился в ног. Powerful с добором отыграл Кет. Да, хорошо. Сейчас Polar Ace, при том, какое у них неприятное было положение по игре. В целом они начинают все сразу же. Кет стреляет по Мекио. Пытается его забрать, уходит Мекио. У Нави все плохо. Тигзи на половине хп. Мекио добивают. Пока что один минус только у Натус Винсера, но это потери крайне неприятные для СНГ коллектива. Двойка остается у Нави, причем игроки в соло распределены в разных частях карты. А Олдыча добили, заниматься, да? Выживанием. Да, Олдыча добили. Матика также вот тоже добили. Интересно вообще у Нави сколько игроков-то осталось? Двойка. Это точно двойка? Один внизу и один наверху. А, только окей. Что на карте. Тигзи точно жив, было. Вроде как еще пока что. Получается, Матик, Мекки убили. И Матик наверху и Тигзи внизу. Да, получается так. Получается так. Интересно, там только что Рагнара убили, Перкс тоже упал. Ошибка какая от Элита с гранатой. Улетела она с стены прямо к нему. Лока, вау, какой сузишки спрей только что выдал Кет. На среднюю дистанцию неплохо настрелял. Да, Полорейсы прямо сейчас показывают хорошо игру, но тут Салех приходит и говорит, нет, стоп-парики, и минусует игрока команды Polar Ace, и они отправляются на 14-ю строчку. 13 команд, у нас остается и 35 человек, снова на экранах Найксы, пока что все живы. Джамас из Headquarters, один. Тигзи напоролся на Найксов, Джеки спреет у нас Сузи, но вроде бы там безопасно, нет. Тигзи не добрали, причем это монстр. Да.
команды THM. Natos Vincere отправляются на 13-ю строчку. Очень неожиданно. Обидно и неожиданно. Неожиданно, конечно же, для всех. Не самая удачная игра на Ирангеле, ничего страшного. У нас будет еще куча игр, чтобы подкорректировать позицию этих команд. Продолжаем болеть за Альянсов и Найксов. У нас оба этих коллектива находятся вчетвером, и новая зона готовит сюрприз как для Найксов, так и для Альянсов. Ну, если Хедейку и его коллективу рукой подать до зоны, то Найксам придется преодолеть непростой путь. Сразу же они отправляются по машинам. Питер Свитер, Малой, Джеки. Ну, а Джамас залег в траве. Классы на 12-й строчке покидают нас. Ох, как непросто сейчас будет дальше разыгрывать. Найксы прям в эпицентре событий, могут с двух сторон здесь закрыть. Зона, конечно, в этом матче не благоволит нашим коллективам, ни Нави, ни Найксам. Вопрос такой от Alliance, насколько они близки к зоне. Нок по хедейку как раз произошла заруба со стамбульцами. К сожалению, пока что счет не в нашу пользу. Гоценты также несут потери. Посмотрели бы сейчас на Stumble Wildcats, что у них происходит. Ну, на команду Alliance, соответственно. Тоже, опа, вот и перестрелка. А это нам Oshtag Warriors показывает, которые бьют коллектив снайперов. Напомню, что снайперы лишились одного своего игрока в самом начале. Здесь пождет спрей от Джеки! Аро, Джеки минус Вита! Дальше стреляет Малой, пытается еще одного забрать. Крейзи выжил на одном хп! Джеки, найти бы его и добить не получается пока что. Тем временем Marineford, как долго жили МФ-то? Как долго эти ребята оставались живы, только сейчас отъезжают. Так, и снайперов тоже закрывают. Еще один состав минусуется. 9 команд остается. Джеки и Джамас. Да, Джеки уже оставили ребята из Найксов. И Джамас спокойненько себе забегает в зону. Ну, дает инфу Джеки своей команды. Там минус на бо, то есть демонстров. Витамин мстит, это хорошо. Сражаются до последнего Найксы. Показать бы еще Альянсов. Годсенты под дымами. 4 транспорта. И хаешка. Осколочная по четверым еще одна заехала. Какая прекрасная граната была. Команда Элит может разобраться с гадцентами прямо здесь и сейчас. Очень сильно просели. Марли мало хп. Трокис уже все стоят. Гадценты. У них все прекрасно. Ривз и Ролкис уходят в дымы. Живы. Они очень плотные. Здесь перестрелка идет. И зона. Зона начинает очень больно грызть коллектив гадцентов. Салек, ты посмотри, как залег этот молодой. Но его спреет. Понимает, что он находится там. Инфа была. Марли тем временем нокают. Нави пытается стрелять тоже. И Салек выходит хорошо под Гоцента. Минусует двоих. Остается один игрок, крепко стоящий на ногах. Нави из команды Гоцента. Его добивают. В итоге Гоценты отлетают на 6-ю строчку. Ну, Элиты хорошо здесь отыграли. Потеряли всего лишь одного игрока. И у нас финалочка образовалась. 5 команд. Стамбульские кошки на ваших экранах сейчас. Бава готов отправить в лобби весь 15-й стак Элитов. Найкс и также справа фланга их контролируют, и Альянсы еще живы. Есть один хороший нок. Да, мало того, что команда Найкс, еще и Alliance, с другой стороны, по Питеру Свитеру ног провисали Элиты. Элиты вообще жестко работают, не прощают и не дают продохнуть вообще команде Найкс. Выезжают Элиты, прям очень агрессивно. На Oshtag Warriors, на Найксов пытаются перегруппироваться. Немножечко здесь стрельба по Найксов. Витамин падает, Питер Свитер еле-еле живой. У него буквально 1% хп остается. Он пытается выхилиться с помощью аптечки. На него выходит очень агрессивно хамка. Замечает Питер Свитер или нет, долго стоял. Этот момент был допущен и упущен. И в итоге команда Найкс отлетает на 5-ю строчку. Остаются только The Alliance из СНГ коллективов. Ну, жестко отыграли Элиты. Неприятно для Найксов, конечно же. Но Элиты тут же получают подключаются Oshtag Warriors под файт. И Рагнар выходит, и сбоку спрыт с калаша. Есть хороший нок, но тут же его отправляют в лобби. И Ираки Элит покидают нас. 3 команды остаются на финал. И это коллектив Альянсов, Стамбульские и кошки. Стамбульские кошки слышали то, что там идет перестрелка. Понятно, что у них есть информация. Oshtag Warriors — те самые ребята, про которых я тебе говорил. И отмечал их, то, что эти джентльмены умеют играть в PUBG Mobile достойно и могут показать хорошие игрой, пока что они не подводят такие прогнозы. Скажем так, и с Крима тем временем гранаты осколочные забирают. Очень жалко, тяжело будет его поднять. Он, да, ты видишь, через дорогу. Ну, не знаю, что тут, как тут даже прокомментировать. Просто жаль. Зря, конечно, ребята теряют. И стамбульские кошки у нас получают. Тут же Бава отправляется в ног. Oshtag Warriors идут пушить этот состав. Гроза стреляет по Баве. Бава, скорее всего, минусут одного игрока. Стамбул Валкат точно. С другой стороны начинает стрелять потихонечку Alliance. А вот здесь можно подловить.
давить Стамбул Wildcats, с двух сторон просто их накрыть, если удастся выбраться в открытое поле. Но пока что все сложно. Ой, хорошо. Хэштег Warriors наказывают. Сколько гранат летит! Сколько накрыли просто... адский бомбардировкой. Оно, кстати, дал у нас представитель альянсов, поэтому игроку с ДПшки и гроза начинает свое забегание в зону. Дискрима все-таки поднимают, альянсы, я так понимаю, вчетвером выживают. Угу, да, это здорово. Alliance сейчас главные претенденты на то, чтобы взять первое место, свой chicken dinner на этой карте. Он им тоже очень нужен, конечно, по общей турнирной таблице. Не помешал бы, скажем так. И у альянсов тоже достаточно большая фан-база. Друзья, поддерживайте в чате альянсов, ведь они сейчас имеют шанс на очень крутой топ-1. 13 киллов у Hashtag Warriors. Да, я тебе говорю, эти ребята жесткие. Просто жестко. А, кстати, у Istanbul Wildcats с киллами большие проблемы. Хэдэйк. Так, Хэдэйк тем временем минуснул грозу. А вот это шанс для команды Alliance прямо сейчас закрыть своих соперников. Стамбул Wildcats сидят с Ворд вместе с Кетчетом. Ой, агрессивно заходит Хэдэй. Как бы сейчас не ошибиться, мимо не сыграть. Сворд получает прострел. Его забирают сразу же. Хэдэй выходит. Давайте спокойно минусует последнего игрока. Или пока еще нет. Кетч еще живет еще в небольшом живет туалете. А Sunrise подстраховывает состав, дает им инфу от третьего лица. Как раз по подходящим Hashtag Warriors. И Дискрим уже греет хаешку. До свидания, Hashtag Warriors. Контакт. Добирают Неверлона. И остаются, конечно, еще два игрока. Hashtag Warriors очень далеко вышел этот боец коллектива. Ну и теперь внимание на... Ну, все еще на две команды, на самом деле, потому что и Hashtag Warriors, и Stambul's Wildcats все еще в бою. Ну, у нас Кетч и Гроза с Ластом. Там все-таки было поднятие. В итоге двойка остается у Hashtag Warriors. Кетч настреливает по Sunrise. Sunrise в опене его перестреливает сейчас Кетч. Главное не дать добить. Дискрим. Надо подстраховать. Уже обнаружили Кетча. Ой, какой есть, хороший выстрел был сейчас. Спрейчик прекрасный от Дискрима. В щелочку такой. Залетело просто на 100%. Моментально постраховывается, поднимает игрока. И у нас 4 в 2 финалочка. Hashtag Warriors против команды 4, альянсов. Я бы сказал 4 в 1. Last. А, да, 4 последним. В 1. 4 в 1 уже. Угу. Как бы это странно не звучало. Перекил зоны, понятно, 7 аптек. Ну и попытается пожить. Там пару дуру сыграл, дал спрей. Но, увы, ему никак не выжить. И коллектив Alliance забирает топ-1 в матче на Эрангеле. Ну просто прекрасно, хорошее завершение дня для нашего СНГ-комьюнити. Chicken Dinner от Альянсов. Все здорово. Потому что я футболку надел. Это футболка победная. Я всегда, когда ее надеваю, команды СНГ берут топ-1. У меня есть футболка с оранжевым таким же кантиком. Я завтра ее тоже надену. Ты передашь мне эстафету. Да, хорошо. Поудачи. Да, так и будет. А я надену что-нибудь другое. Несем разнообразие. Вот, друзья, вот такая вот была жаркая заруба на Эрангеле. Расстроила немножечко зона сегодня. Прям вот зоне можно репорт. Страйк зоне кинуть. За то, что она прокала далеко от и Найксов, и Нави. Прям не заходил. Но Alliance, с другой стороны, все время оказывались вблизи зоны. Им удавалось в нее зайти и хорошо себя проявить. То есть не упустили свой шанс, свои возможности. А вот, кстати, Stambul Wildcats, на мой взгляд, сильно ошиблись тем, что распылились 2-2. Ну и вообще, Istanbul Wildcats имели шансы тоже на топ-1. Они целиком составом не файтились до последней зоны. У них киллов-то практически нету. Очень спокойно они тоже отыгрывали. И позиционка была хорошая. И в итоге так вот растерять вот это свое преимущество говорит о том, что все-таки команда не готова вот удивлять нас пока что, по крайней мере. И мы по итогу двух дней оставим таки за скобками. Оставим за скобками. Больше обсудим наши коллективы все-таки. У Na'Vi все прекрасно. То есть, окей, они заняли там 14-13 место в рамках этого матча, но у них... Я боюсь, они без очков останутся. Там ни киллов, может быть, ни плейсмента, ничего у ребят. Но они топ-2 были. Сейчас снова топ-3 станут, может быть, даже топ-4. Но в любом случае они находятся в верхней части таблицы. Главное, понятно, что баксы баксами. Хочется закончить на первом месте, заработать... по результатам за недели. За неделю, да, получить побольше денег. Но, с другой стороны, главное остаться в топ-16, чтобы пройти в финал. То есть это основная задача.
Ну и плюс завтра еще две игры. Мы же играем по формату как раз три дня в неделю. И, соответственно, завтра еще один день. И только потом будут подведены первые итоги, вот эти недельные, за которые уже там мани-мани захрустят в кармане. Да, у коллективов, возможно. Вот. Ну, альянсы класс. Просто показали класс. Найксам чуть-чуть не повезло. Где-то они проявляли излишнюю даже жесткость. Помнишь, один игрок колдов, который влетал на их кемпы, они его там высадили еще на подъезде, так что его вот этот ящик дымящийся куда-то провалился в текстуру. Сквозь землю. Да, это было смешно, это было жестко. Но потом на финальных тоже зонах не хватает. Это вот говорит о нехватке, ну, на мой взгляд, о нехватке опыта коллектива на таких серьезных мероприятиях, когда надо понимать, что там даже оставшиеся сольники будут выжимать максимум из эпизодов. Мы видели, кстати, вот на финале Aztec Warriors, вот как альянс выманили себе еще одну ПТС-ку. Да? Они все-таки побежали искать этого игрока. Он вроде бы остался зачем-то на перехил зоны. Потом зачем-то решил постреляться с альянсами, нокнул одного игрока, его тут же забрали, добавив себе одну ПТС-ку. А так, в принципе, альянсы могли остаться без этого очка, если бы он спокойно умер от игровой зоны. Ему и надо было так делать, собственно говоря. Ну, что есть, то есть. Как бы ПТСик в копилочку и... Ну, и, нам от этого только лучше, конечно. Лучше, а и хорошо. Нам и хорошо. Да, ну что ж, посмотрим на таблицу. По результатам последнего матча Aztec Warriors занимают первую строчку, несмотря на то, что они были вторыми, а все потому, что новая система ПТС за плейсмент, друзья. 25 суммарно у ОТВ, у Alliance'ов 21 ПТСик. И быстро как-то нам так пролистали. Team Umbra 12-я позиция, давай отметим. Нави вообще занимает 16-ю строчку, да, вот вообще по нулям, то есть я говорю, без киллов и без очков за плейсмент. Даже вот Marines Force, которые не очень удачно плавали на этой карте в середине игры, даже они вот все-таки одно очко с игры дозабирают. Да, обидно немножко за Natus Vincer в этом матче, но тем интереснее будет смотреть за ними завтра, потому что сейчас они, может быть, немножко обозлятся. Или, с одной стороны, может быть, да, одна карта. Сейчас завтра ворвемся и заберем свое. С другой стороны, может, наоборот, немножко обозлятся. Никит, не радует. Важно будет посмотреть финальную турнирную таблицу и не забывать, что завтра Нави играет не все игры, а всего лишь две игры. Конечно, конечно. То есть по факту, да, 15 очков за первое место, да, 2 топ-1 это 30 очков, плюс еще там по 10 киллов это еще 20 очков. То есть суммарно максимум, который могут заработать Нави за завтрашний день, это 50 очков. Но мы будем реалистами, что это сделать безумно сложно, да, забрать 2 чикен-динера в день, еще и с 10 там киллами. Поэтому будем ориентироваться, что в районе 30 будет. Ну и вот сейчас как раз, когда финальная таблица будет выведена, мы посмотрим потенциально, что эти очки дадут для каждого из наших составов. Сегодня 12-18, в конце концов, нас очень здорово тоже порадовали. Вот. Посмотрим, на какой позиции Найксы сейчас располагаются. И вот Team Umbra, которые были тоже достаточно на высоком плейсменте, в топе, видишь, сейчас что-то их на Эрангеле подвел Пролорд. Ну, Team Umbra, да, как-то на Эрангеле они блекло очень смотрелись. Я не помню, один эпизод с ними был, когда Мартеза там вроде кого-то нокнул и даже, по-моему, не добил. Ну, такое, хайлайт. Смотрим, началось все для Polar Ace неплохо, да, они забрали фраг один, тут же потеряли своего игрока, и такой даже думаешь, ну все. А вот это, кстати, крутой был замес олдов со снейками. Ну, да, но, по сути, бесполезный для одного и для второго состава. Там вышел всего лишь один игрок из этого файта. Годсенты нам показывают, как раз боролись с морским флотом, и Феникс оказался в ноке, ну а затем еще и пытались там в воде одного игрока отловить. Завершение файта олдов со снейками. Интересно было. Здесь Садат? Маршал, конечно, да, тут на лоу хп поразил нас. Садат просто переиграл. Да, это было чудесно. От бедра, кстати, стрелял, не целясь, и Сузихи сбрил последнего игрока. И он единственный, по-моему, был выживший, поэтому... Ну, а тут, конечно, рыбалка. Ну, по-моему, он выжил. Вейд выжил, по-моему. Если мне не изменяет память, или нет. Тут его, конечно, душили. Нет, он не выжил, я же говорю. Ну, ладно. Душили беднягу Вейда до конца. А вот тут, кстати, хорошо малой Солоса принял сразу же турецкому коллективу, поставил один минус. Но и вот тот момент, когда Пролорд погиб. Вот The Monsters вроде команда, которая не очень часто появлялась в килл-чате, тем не менее нормально так поднасолила нескольким командам.
И вот тот самый единственный момент, где Мортеза забрал один фраг, и все. И вот как Нави катались. Неку высадили, да. Тигзи проезжал, Тигзи потом тоже высадит. Ну, как-то вот не получилось действительно у ребят. Мне кажется, подрастроились даже из-за зоны. Зона уходила от них слишком далеко, как-то вообще не зашло. Учитывая то, что они ехали в Жоржик на начале, то есть по таймингам уже было тяжело. Угу. Много времени они потратили на перебежки, перемещение. Ну, кстати, Альянса, обрати внимание, им прокнуло с зоной первоначальной. То есть у них было время хорошо залутаться в северном, найти транспорт и сдвинуться в зону. Они не теряли таймингов, что их и привело по итогу к топ-1. И когда зона, кстати, ушла, помнишь, вот эта речка, где раздваивается, я все говорю, да, про этот сложный момент, они сразу же перебрались на рожок и как бы не прогадали, вышли в итоге на финал. Да, и в этом плане Лайонсам респект. Они очень аккуратно играли, то есть без каких-либо эксцессов здесь все прошло, только Дискрим вышел вперед, но ему... Ну, кстати, Дискрима я поругал, а в итоге-то, да, после того, как его нокнул Кетч, команда отлично отыграла, и даже Дискрим, собственно говоря, будучи нокнутым, казалось бы, в не самой приятной ситуации, остался в итоге жить до последнего. Слушай, я бы сказал, что стамбульские кошки в этой партии, они интонули. То есть они сыграли, скажем так, далеко не на пределе своих возможностей. Ну, понятное дело. Дискрим продемонстрировал чудеса бросания хаешек. Uh-huh. Кетч здорово подлавливал здесь Санрайза, но коллектив нормально справился, не дал добить, заработать ПТС-ку Istanbul Wildcats, и тут же отправил последнего игрока в лобби. И вот тот самый подарочный фраг в виде последнего игрока мы тоже понаблюдали от альянсов. Да, ну и мало шансов было у команды Stumble Wildcats после того, как они допустили такую ошибку, вообще что-то продемонстрировать в этой партии. И Hashtag Warriors, учитывая их положение на карте, тоже было очень сложно. А у нас урон, который нанесли суммарно команды за эту партию. Элиты 1928, они на первом месте по урону с 8 киллами. Hashtag Warriors 1864, 13 киллов. Альянсы 1234 урона. Team Umbra 438, скромно. Нави 184 по урону. И что-то не могу я Найксов найти. Может быть, ты это сделаешь быстрее, Никит? Найксы вон пятый? Ой, подожди, пятый, да. Да, 1475, 7 киллов. Неплохо. Достойно, достойно. Ну, Найксы, мне кажется, хорошо отыграли. То есть, учитывая их положение, они все время находились не в каком-то компаунде, они постоянно были в полях, старались держаться лоу-граунда, но вечно то-то-то все происходит, закрывают с двух, с трех сторон. Тяжело, тяжелая эта партия была для Найксов. Они молодцы, что смогли выжить максимум. Они заняли пятую строчку, плюс 7 киллов набрали для себя, ПТС-ков подзаработали. Но будет интересно сейчас, мы уже скоро увидим финальную таблицу игрового дня, сколько кто набрал очков за последние, ну не только за последние 4 матча, да, но за все 8 матчей суммарно. И, естественно, на этом уже можно делать выводы какие-то относительно того, что будет завтра, какие-то промежуточные итоги происходящего, поэтому ждем с нетерпением, когда нам таблицу на экранах выведут. Ну, как я уже сказал, то есть завтра финальный день, когда коллективы могут подкорректировать вот эти недельные результаты, и каждая из команд сыграет также по две игры, ну, то есть группы будут тасоваться, вот. Поэтому суммарно за две игры можно достаточно много ПТС-ок нафармить. Весь вопрос, кому это больше нужно из наших СНГ-команд. Я сейчас не очень понимаю, какие будут финальные итоги, вот, например, у Канин и Пауэр. При таком вот выступлении, да, потому что в целом игра команды радует, но именно очковый результат, то есть, да, сколько они получают очков за матч, конечно, не всегда приятно видеть. Смотрим самых жестких бойцов. Ну, гроза из Hashtag Warriors 666 урона. Гроза. Гроза. Настоящая гроза просто. Ну, а лидер у нас Хамка из элитов. Дискрим также вошел в перечень крутейших игроков последнего Ирангеля. 657 урона. Поздравляем, Клим. Ну и мы видим 3 килла, 1 ассист и время жизни 24 минуты 53 секунды на карте. Как, подожди, как он, как так он прожил дольше? Точнее, как так вышло, что... А, наверное, потому что он в Ноке был. Да, наверное. Нок же не считается за время. Не считается. Так что все... Вот оно почему. Потому что там был ноги. Хотя всего 4 секунды, там как-то мало по времени. Наверное, был игрок Hashtag Warriors, тоже был в ноги какое-то время. Но ладно, неважно. Уже подробности, детали не так важны, друзья. Бывает. В общем, какой у нас итог? Hashtag Warriors сегодня порадовали.
И вчера они неплохо себя показали. Мне кажется, это прям команда, которая точно будет топ-16 и вообще претендует такое звание. Ну, для нас темная лошадка, потому что я лично особо не следил за этой командой. Но сейчас мы видим, что они демонстрируют себя с хорошей стороны. То есть мне это было видно с первого матча. Не понравилось, что они именно жесткие, предельно жесткие по киллам. И Hashtag Warriors, как и World of Wonders, да, если они еще добавят, если такое вообще возможно, если они играют не на пределе своих возможностей, то это будут просто нон-стопы какие-то, которые будут собирать все чикен-гены. Нон-стопы не такая сильная команда. Так, ну что ж, лучшие игроки по нанесенному урону. Первое место Зесси. Пока что 3188 суммарно урона он нанес. Дальше Мортеза, потом Сон HP в тройке игроки из World of Wonders. Дальше Outplay из фрагмашинцев. И только на пятом месте наш игрок из СНГ Тигзи из Natus Vincere. На восьмом месте расположился Discrim. Ну, Discrim и Тигзи в топ-8, два СНГ игрока, почему бы и нет, хороший результат. Давай отметим Мортезу, это же новобранец Team Umbra. Угу. Его да. же не было. Разве? У нас. По-моему, не было. Он, по-моему, или он заменен, ну, игроком как-то замены был. Возможно такое, кстати. Мне кажется, что именно так. Но в любом случае, Team Umbra, видишь, мы сейчас видели не самую убедительную игру, и при этом их игрок смело такой врывается в топ-2 лучших. При этом до этого там по киллам была статистика, то есть эта статистика там только что показали по урону, до этого была стата по киллам, и по киллам, получается, про лорд был на каком-то пятом месте где-то там, то есть в топах в любом случае он сидел. И я думаю, что это серьезный, в любом случае, показатель для команды Umbra, потому что это коллектив, который... У них не всегда получается себя демонстрировать свою игру на 100%. Мне кажется, что вечно они где-то недоигрывают, как будто что-то идет не так, и они сливаются все вместе. А то у них бывают просто потрясающие, феноменальные катки, когда они... Одного с другим на Мирамаре вчера, вспомни, Амбра сиял очень ярко. Да. Вот, а сегодня... И про Лорд, кстати, там классно да. отыграл наш российский легионер. Ну и что, поехала таблица финальная. Суммарный рейтинг. World of Wonders на первой строчке, 93 очка. Следующим у нас идут по списку Hashtag Warriors, которые вот эти жесткие ребята врываются. На второй плейсмент 72 очка. Ну, то есть разница почти 20 очков. Серьезный такой задел у чудесников. Frag Machines на третьей строчке, 59 очков. Очень сильный достаточно разброс. Дальше уже идет вот как раз большая плотность. Na'Vi падает на четвертое место с третьего, 58 очков. Всего лишь одна ПТС с фрагмашинами их разделяет от третьего места. Team 1218 на пятой строчке, 57 очков, также очень близкие ребята. Альянсы находятся на шестой позиции, 50 очков. Team Umbra на седьмой позиции, 46 очков. И Найксы подтягиваются на один плейсмент и входят в первую восьмерку. Приятно. Слушай, видеть. Три СНГ команды в первой восьмерке. Дальше мы смотрим Canina Powers на 11 строчке. Canina Power. На 33 ПТС у них суммарно. Снайперы чуть выше, кстати, чтобы удивить, на 37 ПТС эта команда из Египта занимает 10-ю строчку. Элиты иракские на 9-м месте, 39 ПТС. Дальше идут The Force, Marines Force. Место силы у нас сразу видно. 29-28 ПТС, соответственно. Class Game eSports из Турции 27 ПТС. Royal eSports 26 ПТС. Yala eSports 25 ПТС на 16-й строчке. Одной СНГ команды не хватает топ-16. Ну да, ну и, конечно же, удивительно видеть Canina Power, да, не на самых высоких местах. Я очень надеюсь, что ребята добавят, тем более, что классную игру они демонстрируют. Обрати внимание на достаточно слабый результат Godsent'ов. Тоже многие, ну, знают эту организацию и наверняка, ну, ожидали, да, что это топовая европейская организация покажет результаты получше. Unicorns of Love... Классно сегодня тоже действовали на Мирамаре, ты их оценил, но при этом 18 место в итоговой таблице с 24 очками. Ну и вот что у нас в последней восьмерке происходит? Headquarters. Ну скатываются у нас, нет, Headquarters у нас даже поднимаются, скатываются у нас Алды еще ниже, да? Nacer eSports также падают у нас на 29-ю позицию. Ну и, конечно, Punishers и Vibes. 7 и Bloodline 7, 7, 5 очков.
По итогам целых двух игровых дней, то есть по итогам четырех игр, которые играли эти команды, это, конечно, плачевный результат. Подожди, я просчитался. Получается, у нас четыре команды из СНГ в топ-8, правильно? Нави, 12-18, Alliance и Найксы. То есть четыре команды из СНГ, 12, да. Находятся. Кроме Канин и Пауэр, все в топ-8. Да, и это прекрасно. Это очень круто. Из 32 команд. Из 32. Да, из 32. И как я говорил, в принципе, предикт, он пока работает. Я сказал, что наши команды 100% топ-8, там 3-4 команды будет, должно быть, по крайней мере. В топ-16 вся пятерка. Идеальный расклад, я считаю, если Канин и Пауэр еще чуть-чуть поднаберут и смогут ворваться в топ-8, прикинь, все 5 команд в топ-8. Это будет завтра. Это сильно. Это будет завтра. Это завтра, да. Это будет завтра, по-любому. Так что мы ждем с нетерпением. Понятно, что есть World of Wonders, Hashtag Warriors и Frag Machines. Это три команды, которые сейчас вообще никак не потеснить. Они топ-3 на данный момент и очень хорошо себя показывают, выступают грамотно. Фраги сегодня на Мирамаре тоже выдали крутой перформанс, и Hashtag'и хорошо сыграли. Так что эти три коллектива все, в любом случае будут, мне кажется, на высоте. Вопрос в том, чтобы зайти всем СНГ-командам в топ-8 и каким-то командам, например, Na'Vi или Alliance, 12-18, кто сейчас находится на 4-й, 5-й, 6-й позициях, соответственно, взойти в топ-3, уже как-то потеснить немножечко лидеров турнирной таблицы. Но, друзья, это будет завтра. Завтра будет новый день и новые матчи по PUBG Mobile. Мы с нетерпением ждем вас завтра. Большое спасибо, что смотрели сегодня. Прям сердечки вам, максимальные лайки. Вот, для вас комментировали вторую половину я, Никол Старый, конечно же, мой замечательный коллега Алексей Медик. Спасибо большое, GG, удачных игр, увидимся завтра. Пока. Пока, ребят.